Глава 41. Военно-полевой роман. Когти орла. За ночь ветер сбил остатки листвы с берез, только малинник еще горел темно-красной листвой. Вокруг блестящих от мороси стволов вился утренний туман. Траву побил утренник, редкие зеленые проплешины выделялись на желтом ковре лужайки. Максимов сошел с крыльца и внимательно осмотрел участок. «Бесполезно», – сказал он сам себе, даже если не мудрство и лукаво попрут прямо от ворот, в одиночку их не удержать. Он свернул за угол. Вдоль забора тянулись густые заросли крапивы, спутанные ветром в тугие снопы. Кусты шиповника вдоль забора топорщили темные ветви. Так, с флангов подобраться будет проблематично. Он зашел в дом. А тут сам Бог велел. Сосновый бор примыкал прямо к их участку. Забор из двойного ряда колючей проволоки надежным препятствием считать было нельзя, Максимов не тонкую леску, один конец привязал к последнему столбу забора. Прошел вдоль колючей проволоки к противоположному углу участка, воткнул в землю принесенный с собой колышек. Скотчем прикрепил к нему запал от гранаты, развел усики на предохранителе, продел леску в кольцо и завязал узлом. Растяжка предназначалась для тех, кто попытается незаметно проникнуть на участок. Остановить не остановит, для этого надо было привязать гранату, но сигнал даст. Можно будет сменить позицию, перенеся огонь в тыл. Максимов присел на курточке, упершись спиной в темные трухлявые доски сарайчика. Достал из кармана сигарету, прикурил, закрыл зажигалку ладонью от резкого ветра. Гости будут непременно. В этом я не сомневаюсь. Все сроки вышли, давно пора нас гасить. Не сам был так те, кто подсылал сюда девочку с фотографом. И морпех со своей бригадой их не остановит. Если Гаврилов не дурак, а он далеко не дурак. Что откупится на время налета сняв охрану дачи. Ему, кстати, давно пора уносить ноги. Так, хватит мерзнуть, нефиг себя обманывать. В одиночку дачу не удержать. Он последний раз затянулся и бросил окурок в траву. В сарайчике послышалось сопение и какая-то непонятная возня. Максимал вскочил, выхватил из-под куртки пистолет. Бесшумно обогнул угол сарайчика. Дверь, едва держащаяся на петлях, была приоткрыта. Максимал медленно выдохнул. Палец сам собой скользнул вниз, сняв предохранитель. Рванул дверь и резко присел, скинув руку, держащую пистолет. В полумраке, прошитом острыми лучиками света, вырывающегося сквозь щелистинах, едва разглядел груду хлама и султанчики сухой земли, ритмично вылетающие из-под ржавой бочки с продавленным боком. «Не понял». Максимов опустил руку. «Конвой, это ты?» Из-за бочки высунулась перемазанная землей морда. Пес рыкнул, но узнал Максимова, радостно заскулил. Хвост забарабанил по железному боку бочки. Ты что тут окапываешься, а? Максимов вошел в сарайчик заглянул за бочку. Нифига себе! Подкоп был глубокий. Пес сам продемонстрировал это, нырнул в яму, скрылся в ней до хвоста, потом вылез еще больше перемазанной земли. Максимов на секунду задумался. Вспомнил, что Стас закрывал конвоя в сарае за то, что тот чуть не разорвал на куски самвела очевидно, пёс, наученный горьким опытом, решил заблаговременно оборудовать тюрьму подкопом. «Ах ты умница!» – Максимов потрепал пса по холке. «Только дурак входит туда!» Он вышел из сарайчика. Посмотрел на тыльную сторону дачи. На эту часть участка выходило только одно окно – Ингина. Второй этаж. Спрыгнуть труда не представляет. Рывком к сарайчику переждать в подкопе, пока буду штурмовать дом, и в лес, голубом к железной дороге, прыгать на первый же товарняк. Он еще раз осмотрел участок, вычисляя вероятные сектора обстрела. Похоже, вариант. Если дадут шанс, я им воспользуюсь. Максимов пошел вокруг дома, конвой вязался следом, оставляя на побитой инием траве отпечатки перемазанных землей лап. Конвой, сторожи! Максимов, повозившись с замком, открыл дверь в тир. Сиди здесь. Он оттолкнул морду пса, попытавшегося сунуть нос внутрь. Стас, само собой, не успел сдать по описи своё хозяйство. Слишком быстро приговорили и привели приговор в исполнение. Максимов в тот же день обшарил весь тир и сейчас не стал тратить время зря. Распахнул стальные дверцы шкафа. В ряд стояли три помповых ружья, карабин тайга и обычная тульская двустволка. Выше на полке лежали семь пистолетов. Максимов просунул палец в дырку от сучка на боковой доске, нажал на невидимую кнопку. Полка с ружьями отошла вперед, скрипнув не смазанными петлями. В нише за шкафом лежали более солидные средства. Автомат, кедр, стечкин с глушителем и АКМС-У за укороченный ствол и бестолковость, прозванный армейскими юмористами мухобойкой. Максимов взял кедр и пару снаряженных магазинов и вернул полку на место. На даче еще спали, только внизу в полуподвале журчала вода. По инге можно было часы проверять. Максимов посмотрел на часы. Половина восьмого. Дверь на кухне была открыта, на плите медленно закипал чайник. Положил автомат в кротовское кресло, прикрыл сверху курткой. Встал на пороге кухни, прислушался. Внизу в сауне загудел нагреватель. Максимов закусил губу, постоял в нерешительности, потом выключил комфорку под зазвеневшим крышкой чайником. Стянул через голову свитер. «Все еще дрыхнут, конспирации мы не нарушим», да и до приезда Гаврилова нас вряд ли штурмовать начнут, подумал он и стал спускаться в полуподвал. Инга вздрогнул от испуга, когда он открыл дверь в сауну. Потом в ее глазах вспыхнул огонек. А губы тронула улыбка победительницы. Нучти, Максим, оставишь народ без завтрака, сказала она, протягивая навстречу ему руки. Крылья орла Запомни, Олаф, только сила, дарующая жизнь, может дать бессмертие. Когда твои силы на исходе, когда раны не дают спать, единственное, что вернет тебя к жизни, любовь женщины. Сумей разбудить дремлющие в каждой могучие первородные силы, и они омоют тебя животворным бальзамом. Разбудить силу женщины — великое искусство, но совладать с ней, направив ее себе во благо, истинная магия. Научись отдавать ровно столько, сколько надо отдать, и брать столько, сколько тебе требуется. Разбуженная сила женщины, подобно солнечному свету, она согревает и врачует, но может испепелить. Бессмертие лежит посредине. Не удержишься на тонкой, как волость, грани. Погибнешь сразу или навеки станешь рабом. Сначала она следила за ним сквозь опущенные веки. Потом взгляд замутился. Веки плотно, безжизненно легли на глаза. Губы раскрылись. Пальцы, сжимавшие его поясницу, ослабли, безвольно скользнули вниз, чиркнув по высушенной жаром кожи острыми ноготками. А он вел ее все дальше и дальше, выше и выше. Поднимал на самую вершину, останавливался, давая захлебнуться высотой, и сталкивал в бездну. Но тут же подхватывал и вел еще выше, к новой вершине. И так сотни раз, пока она не поняла, что нет вершин, есть только безбрежное небо. Бездонное, как бездна, и пьянящее, как высота. Он уже видел, как в ней ожило и забурлило красно-золотое свечение. Оно тягучими горячими волнами билось в его бедра. Он ждал, когда исчезнут красные тона, и волны станут света морской воды, за мгновение до рассвета, и лишь тогда позволил горячей волне устремиться внутрь себя. Золотистый, прозрачный свет хлынул в поясницу. Он выгнал спину, помогал свету подниматься по позвоночнику вверх, к дрожащим от напряжения плечам. Скрикнул, когда свет взорвался от тысячи золотых искр в голове. Свечение схлынуло вниз, превратилось в нежно-розовое. В нем скипали и тут же гасли красные водоворотики. Острая боль буравчиком колола тело, выдавливая все, что накопилось в нем за долгие изнуряющие дни и ночи. Он со стоном упал на ее горячее тело, прижался губами к выемке под острой ключицей. Золотисто-розовое свечение, переливаясь перламутровыми волнами, затопило все вокруг. На бесконечное мгновение мир исчез. Остались лишь гулки удары двух сердец. Инга пришла в себя первая. Сила стряхнула головой, рассыпав по плечам влажные волосы. Максим, ты жив? Голос ее стал глубоким. Больной скорее жив, чем мертв, прошептал Максимов, не открывая глаз. И я. Инга провела ладони по его груди. Сердце вот-вот выпрыгнет. Она вздохнула и опять тряхнула головой, словно пытаясь прогнать наваждение. «Зверь ты, Максимушка, я о таком только читала». «Знания, полученные вне чувственного опыта для женщины, смертельный яд», – пробормотал Максимов. «Ладно, чревовещатель, не добивай несчастную». Она встала, подхватила с пола полотенце. «Моя бы воля, я бы этих охламонов не только без завтрака, но и без обеда оставила бы». Он повернул голову и посмотрел в настоящую у двери Инку. Полотенце осталось в руке, свободная, раскованная поза женщины, уверенной в красоте своего тела. На плечах еще олили следы его пальцев. Спроси то, что хотела спросить. Она облизнула прикушенную губу и улыбнулась. Максимушка, а можно так всегда? Можно. Искорки в ее глазах неожиданно погасли. Наверное, только в твоем городе в маленькой зеленой долине», – вздохнула она. «Только там любовь не причиняет боли». Сейчас она напоминала ему прирученную тигрицу. Остались грациозная сила и завораживающая опасность, скрытые в каждом изгибе тела. Но глаза уже не высматривали жертву, а щурились от разливавшегося по телу умиротворения. «Не знаю, Инга, я там еще не был». Дверь захлопнулась. Холодная волна донесла до него полынный запах ее волос и неповторимый аромат здорового женского тела. Максимов сел на полке, встряхнул плечами. Усталость и боль исчезли без следа. Он знал, что теперь ссадины и синяки пройдут сами собой за день. Он прижался затылком к горячим доскам стены. Тепло приятно жгло кожу. Сердце мерно стучало в груди, тугими волнами толкая по венам кровь. Он заставил себя вспомнить, кто он кто Инга и как они оказались рядом в этой точке пространства и времени? Врага можно и должно любить, иначе победить невозможно. Но никогда не забывай, что он враг. Вспомнил он старое правило и тяжело вздохнул. Магия кончилась, жизнь продолжалась. Глава 42. Капкан. Цель оправдывать средства. Гаврилов брезгливо помощившись смахнул промасленную ветошь с табурета. Садиться не стал, сиденье блестело от пролитого масла. Он огляделся по сторонам. В боксе автосервиса, кроме этого колченогого табурета и пары автомобильных кресел, сесть было не на что. Он протёр ладони полированный бок Ауди и присел на край капота, пристроив ногу на бампере. Хотелось курить, он помял в руках пачку и сунул в карман. Запах дыма, смешавшись с маслянистым духом, пропитавшим воздух бокса, особого удовольствия не сулил. В яме под машиной послышался тихий свист, потом что-то зашушало под нищу. «Что там у тебя?» – спросил Гаврилов, постучав каблуком по бамперу. Из ямы вылез человек в синем комбинезоне, поднял с пола ветошь, стал тщательно протирать перепачканные руки. Гаврилов обратил внимание, что пальцы у него были не такие, как у нормального автослесаря, крючковатые, битые-перебитые, а тонкие и нервные, как у пианиста, этот человек был его лучшим специалистом по подслушивающим устройствам. В автосервисе, работающем под крышей Гаврилова, он появлялся раз в неделю, когда оперативные машины агентства проходили профилактический осмотр на вшивость, как шутили опера. В салоне все чисто. Человек прищурился на солнечный зайчик, играющий на боку машины. С днищем проблемы. Что? Радиомаяк. Вмонтирован качественно, сразу не найдешь. Спецы работали, Никита Вячеславович. Он вздохнул, словно на один жучок был его самой главной личной неприятностью в этой жизни. «Твою маму!» – Гаврилов зло сплюнул сквозь зубы. «Заблокировать сигнал можно?» «Исключено!» – слесарь бросил на табурет ветош. «Приборчик очень редкий, я про такой только читал. У нас же все больше гонконговское дерьмо лепят. А этот – высший класс. Делает маленькая фирма в Израиле. При попытке заблокировать сигнал, сам перестраивает рабочую частоту и заодно дает кодовый сигнал о том, что он обнаружен. И насколько пашет это чудо еврейской мысли? При ручном слежении до 5 километров с точностью плюс-минус метр, а в дежурном режиме Слиссер опять вздохнул. Связь идет через спутник, точность обнаружения объекта до 100 метров, судите сами. Гаврилов не выдержал и закурил. Название фирмы можешь вспомнить. Он прищурил один глаз, спасаясь от едкого дыма. «Фирмы нет, а прибор называется...» Слесарь на секунду задумался. «Во, Белил-69». «Белиал», — поправил его Гаврилов, нехорошо усмехнувшись. Партия приборов с именем древнеерейского духа вероломства была закуплена агентством через цепочку посредников и передана под Сидерцеву. «Сволочь, под колпак посадил». «Хотя почему сволочь, умный человек, страхуется, как умеет», Пусть спит спокойно, я работаю в рамках операции. Единственная вольность – пропаду в неизвестном направлении в самый неожиданный момент. «Давно стоит, как считаешь?» – спросил он слесаря. «Не больше трех дней». Могу сковырнуть, Никита Вячеславович, но этот жук даст сигнал, а потом спалит микросхему. А вот этого делать не надо. Имущество казенное, денег стоит. Гаврилов сплюнул сигарету на бетонный пол, распыщил каблуком. Открывай ворота, мне ехать пора. Неприкасаемые. Обидать решили в гостиной, на веранде было уж слишком холодно. Журавлев едва притунулся к супу, нехотя поковырял вилкой жаркое, налил себе большую кружку чая, посопев, достал из кармана упаковку таблеток, выдавил две на ладони, отправил в рот, поморщившись, проглотил. Гаврилов, с аппетитом жующий горячее мясо, на секунду оторвался от еды, посмотрел на Журавлева и покачал головой. Совсем вы меня дошли. Без сочувствия обойдусь, проворчал журавлев, облизнул белый налет на губах и сделал два больших глотка из кружки. Итоги подводить будем. А разве Максим вам еще ничего не рассказал? Деланно удивился Гаврилов. Поздравил с успехом, поморщился журавлев. Остальное сказал: Доведете вы. И правильно сделал. Гаврилов промакнул губы салфеткой и отодвинул тарелку. Кстати, где костик? «Отсыпается!» Двое суток компьютеры насиловал», – сказал Максимов. «Да...» Гаврилов развалился в кресле, задумчиво забарабанил пальцами по столу. «Так какие результаты?» – не удержался Журавлев. «Можно было бы откупорить шампанское», – усмехнулся Гаврилов, – «если бы не боязнь сглазить». «Благодаря этому молодому человеку», – Гаврилов кивнул на Максимова, – «вчера успешно обчищен депозитарий». «Костик, как я догадываюсь, уже готов пройтись по счетам банка», по идее операция окончена, но благодаря Максиму мы имеем шанс продолжить наше плодотворное сотрудничество. Вы же настаивали на перспективе, Кирилл Алексеевич. Так? Вот мы ее и получили. Подробнее, пожалуйста. Журавлев достал из портсигара сигарету, прикурил, выпустил в потолок облака дыма. Гаврилов налил себе кофе, сделал глоток и лишь после этого продолжил: Сначала свежие новости. По косвенным признакам мы добились своего. К нашему казачку уже приходили рассерженные дяди. Вроде бы пока ему удалось доказать свою полную непричастность, а председателю МИКБ сегодня вынесли первое китайское предупреждение. Кто-то сжахнул из дробовика по его Мерседесу. Обошлось без жертв. Пока. Гога! спросил Кротов чуть подавшись вперед. Не все сразу, Савелий Игнатович, дойдет и до него очередь. Он со значением посмотрел на Журавлева. Как говорили в застойные годы, есть мнение двигать господина Кротова на самый верх. Так, будто Гоги уже нет. Иными словами, переходим ко второму этапу. В голосе Журавлева сквозило неприкрытое торжество. Можно сказать и так, кивнул Гаврилов. Для начала я усилю охрану дачи. Береженного Бог бережет. Вечером привезу серьезных ребят. В обиду они вас не дадут. Во-вторых, Максиму сегодня предстоит торжественный выход в свет. Жонушка нашего казачка решила потрясти задницы на одном рауте. На казачка сейчас пол Москвы зубы точит. Такое прикрытие нам терять рановато. Вот Максимов и последит за ним. В соответствующий случай костюмчик я привез. Инга сейчас его прочистит, погладит. И вперед. Он говорил быстро, словно боялся, что его остановят, переводя испытующий взгляд с угрюма пыхающего сигареты Журавлева на Крутого, катающего хлебный шарик по скатерти. «Не проще усилить охрану казачка», насторожился Журавлев. Чтобы доказать, что шапка горит на варе, усмехнулся Гаврилов. Нет, Кирилл Алексеевич, лишних телодвижений я сейчас сделать не хочу и не буду, ибо жить хочется. Мое агентство официального договора на охрану фирмы казачка не имеет. Так какого рожна мне там маячить? А Максим числится его сотрудником. Ничего странного не будет, если он нарисуется на этом приеме. Для охраны одного Максима мало, решил гнуть свое журавлев. «Да никто этого сосунка мочить там не будет!» Гаврилов нервно забарабанил пальцами. «Максим просто присмотрит за ним. Если и возникнет ситуация, то разборки будут где-нибудь в другом месте. Вот тогда Максим и свистнет моим орлам по рации. Все ясно?» «Короче, Максим уже включён в список приглашенных и обсуждать тут нечего». «Это мелочевка, выдавил Журавлёв. «Что конкретно решили делать дальше?» Максим услышал их перебранку так, словно речь шла не о нем аргументы гаврилова были шиты белыми нитками это было ясно почему он не сказал просто максим мне нужен в городе вряд ли журавлев стал бы возражать играем в я знаю что ты знаешь что я знаю как дети ей богу максимов подлил себе кофе и откинулся на стуле а все потому что ходу в этой партии осталось мало стало быть все легко просчитывается вот и не знают как соврать половчие». гаврилов закурил покрутил в пальцах золотой цилиндрик зажигалки Суть проста. По моим данным, к Гоге приехали хозяева пропавшего товара. Грядет серьезная разборка. За три фуры товара болевицы удавят кого угодно. И если сейчас Кротов заявит, что наркотики он конфисковал в счет долгов Гоги, но готов вернуть, то Гоги конец. Ашкинази поручим срочно организовать встречу с болевицами. Вы, Кротов, их быстренько охмуряете, заключаете соглашение о партнерстве и дело в шляпе. «Вы, Савелий Игнатович, возвращайте себе корону, а Гуга отправляется прямиком на Ваганьковское». Гаврилов рукой разогнал дым. Все гениальное просто». Крутов расплющил хлебные шарики и поднял глаза на Гаврилова. «Разве не знаете, что в таком случае полагается заплатить неустойку?» – спросил он. «Из-за временной пропажи груза болевицы понесли определенные потери. Мне придется их покрыть, иначе разговор не получится». «Вот и заплатите из денег за векселя. Какая проблема?» Не для личных же нужд мы их сперли, натянуто хохотнул Гаврилов. Кротов кисло улыбнулся. Именно этого я и ждал. Не понял, иронии, кротов, сыграл удивление, Гаврилов. Вы хотите добить Гугу? Да, хочу. Так звоните Ашкинази. Гаврилов выложил на стол радиотелефон. Кротов крутил перстень на пальце и молчал. В гостиной повисла гнетущая тишина. Максимов одним глотком допил кофе, встал, громко отодвинув стул. Пойду собираться, сказал он. Смотреть, как Кротов подписывает себе приговор не хотел. Был уверен, что Кротов сейчас возьмет трубку, ничего другого ему не оставалось. Гаврилов, возможно, и не ведал, что предложил, но Кротов должен был отлично понимать: направить деньги из Стокгольма в счет неустойки за похищенный груз наркотиков означало сохранить цепь, по которой капитал влияния проникал в страну. Даже если Гога Асташвили будет отстранен, Кротов, заняв его место в криминальной империи, будет вынужден продолжать эту линию. Потому что ничто так не вяжет на смерти навсегда, как первый шаг. И шах этот Кротов сделает под недвусмысленным нажимом Гаврилова, если не найдет в себе силы выйти из игры. А за работу под нажимом, как предупреждал администратор, полагалась смерть. Максимал медленно поднимался по лестнице на второй этаж. Трое оставшихся внизу не спускали с него глаз. Это он отлично чувствовал, как прекрасно чувствовал и состояние всех троих. Гаврилов затаился, скрывая гложащий изнутри страх за маской нагло самоуверенности, отчаянно боялся, что не хватит сил доиграть роль. В этой внутренней зажатости была взрывная готовность пуститься на утек при первой же возможности. Круто сжался как лис, услышавший клацание капкана. Еще не пришла боль в перебитой ноге, еще не вспыхнула отчаянная решимость грызть лапу. Пока был только страх и беспомощность и еще дикая усталость загнанного зверя. Журавлев злился на себя. Слишком трудно рождались мысли и текли медленно, как склизкие пиявки в теплой воде. Голову запомнила какая-то вязкая муть. Он еще не связывал свое состояние с уколами, которые делала ему Инга. А Морфий уже начал подтачивать мозг. Больше всего Журавлев, чувствовал Максимов, хочет сейчас выйти на свежий воздух. От напряжения его вдруг стало клонить сон, и это раздражало еще больше. Можно было все переиграть, смешав разданные карты. Можно было вызвать гипертонический криз у Журавлева, неожиданную истерику у Инги. Заставить Кротова разбить радиотелефон. Можно. Но Максимов запретил себе даже думать об этом. Есть предел магии, она не может изменить предопределенность событий. И все шло к тому, что Кротов возьмет трубку, и вслед за этим события развернутся в заранее подготовленное русло. Максим, заодно разбуди нашего Кулибина. Пусть идет сюда, разговор есть. – догнал его голос Гаврилова. Глава 43. Личное оружие. Когти орла. Костик был талантлив. И как у всякого самородка, появившегося на свет под хмурым российским небом, у него было собственное понятие о порядке. Как обустраивать рабочее место иностранные таланты, Максимов примерно знал. То, что устроил в своей комнате Костик, служила наглядной иллюстрацией народной мудрости. Что русскому благо, то немцу смерть. Казалось, что по комнате проскакала конница Мамая, прошел ураган, а в довершение НКВД провел обыск. Инга, не сразу догадавшись, с кем имеет дело, спустя два дня после приезда Костика на дачу убрала его комнату. Костик стонал неделю, заявляя, что Инга парализовала работу, нарушив раз и навсегда заведенный порядок. С тех пор Костика лишний раз старались не беспокоить и в комнату не входить. Если он требовался Журавлева, то вызывали его в кабинет. Максимов замер на пороге и тихо присвистнул. Сегодня Костик превзошел сам себя. По всему полу лежали осыпанные пачки бумаг. Диван был завален книгами, в основном компьютерными изданиями в ярких обложках. На длинном, во всю стену столе, как вершины Гималаев из туч, торчали три блока компьютеров. Тучами в данном случае служили груды всякого хлама: от комков бумаг и коробок из-под дискет до печатных плат золотыми прожилками проводков. На светящихся синим цветом мониторах приткнулись стопки тетрадей, вывенченные огрызками яблок и чашкой с недопитым кофе. В комнате остро пахло перегоревшим припоем. Паяльник, чадя раскаленным железом, оставал на подоконнике. Из тихо жужжащего принтера один за другим выползали листы распечатки и падали в коробку, пристроенную на табуретке. Костик сидел на стуле в позе лотоса, закрыв глаза и мерно покачиваясь так мелодии, капающей в уши через черные бубончики наушников. «Эй, юникум, тебя начальство вызывает!» – окликнул Костика Максимов, соображая, куда же поставить ногу, чтобы не спутать бумаги, валявшиеся на полу. Судя по апофеозу беспорядка и бледному лицу Костика, работа, кипевшая в комнате последние двое суток, подошла к концу. «А?» – Костик открыл один глаз. «Бананы из ушей вытащи, отрок!» Максимову удалось добраться до края стола и сесть на его угол. Почувствовав, что сзади подозрительно мягко, он сунул руку под журнал и, чертыхнувшись, сбросил на диван черную майку. О, а я ее искал, прокомментировал костик, снова закрывая глаза. Вставай, говорю! Максимов протянул руку к плечу костика, но тот, не открывая глаз, плавно скинул ладонь. Пальцы Максимова наткнулись на нее, и он невольно отдернул руку. Такой горячей была ладонь костика. Максимов про себя отметил, что голую до плеча руку покрывают мелкие бисеринки пота. Не дурак парнишка, действительно паразит медитирует. Он знал, что внутренний жар, который Костик вызвал в своем теле, сейчас выгоняет усталость не хуже сауны. С такими способностями нужно родиться или долго обучаться у опытных наставников. «Не мешай, из астрала надо выходить медленно», – прошептал Костик, «иначе можно заболеть и очень быстро умереть». Тебе Гаврилов сейчас так по заднице врежет, что навсегда улетишь в свой астрал. Максимов вытащил из коробки пачку распечатанных страниц. Быстро, по диагонали, стал просматривать одну за другой. В коробке лежали три яблока. Максимов взял одно, надкусил и пробормотал с набитым ртом. Работу закончил? Ага. Костик принялся растирать лицо. Сейчас распечатаю до конца, и можно сдавать отчет Гавриле. Максимов соврал Крутову, когда сказал, что разбирается только в той технике, которая стреляет и взрывается. Крупным специалистом по компьютерам себя не считал, но зам компьютерного шпионажа был обучен. То, что сотворил Костик, должно было войти в аналы истории современной информационной войны. В системе МКБ не осталось ни единого уголка, в котором был не пошарил Костик. Более того, используя коды доступа в систему Центробанка и Международную систему банковской связи, сданные им Яровым, Костик взял под контроль все корреспондентские связи банка с российскими и зарубежными партнерами. «Не боишься, что поймают?» Максимов поджал ноги, когда Костик потянулся к коробке за яблоком. не у них менеджер сети такой дуб, что и через год ничего не отловит». Костик весело захрумкал яблоком. «Я программку написал, закачаешься». Засунул ее в компьютер председателя банка. «Мужик не бельмеса не сечет, но машину включает регулярно. Как свет в кабинете». Из нее программа скачивает всю информацию из сети, а вечером я звоню ему на модем и перекачиваю все сюда. Просто как все гениальное. Костик хитро подмигнул: На комплимент нарываешься! усмехнулся Максимов. Естественно, Костик почесал нос, скосив глаза на пачку листов в руках Максимова. Там сплошная ерунда! А вечером я такое им залупил, что век меня помнить будут. Он дождался, когда Максимов изобразит на лице максимум внимание, только потом продолжал, предварительно откусив половину яблока. Короче, засунул коротенькую программку. Жить которой в их сети будет столько, сколько мне будет надо. По моей команде она уведет нужное количество денег со счетов. При этом подделает электронные подписи клиентов, автоматически передаст пароль подтверждения на движение денег по счетам и породит всю необходимую документацию. А потом уничтожит свои следы и восстановит прежнее состояние. Костик доел огрызок до черенка, выплюнул косточку на ладонь. Поясню для бестолковых. Несколько минут банк работает на меня, а потом продолжает работать в прежнем режиме, но уже без денег. Меньше часа надо на то, чтобы прогнать деньги по счетам в разных банках мира. И куку. -ку. Лет 10 их искать будут, но не найдут. Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Максимов с намеком посмотрел на раскрасневшегося от возбуждения Костика. Но меня-то не тронут. Такие всем нужны, без работы не оставят. Думаешь, много программистов могут создать виртуальный банк, который живет в системе несколько минут, а потом исчезать неизвестно куда. То-то! Костик стал разжевывать яблочные косточки. А Гавриле придется покрутиться, как уже на сковородке. Заказчик же он ему и отвечать: Понятно. Если нельзя вовремя смыться, то надо перевести стрелки на первого же идиота, оказавшегося поблизости. Максимов прошел к окну, по дороге наступив на стопку книг. За окном было без перемен. Тот же мелкий дождь пополам со снежным крошевом, черные ветки берез, блестящие от наледи и ветер, гоняющий последние листья. На соседней даче, на которой выходили окна комнаты, отчаянно хлопала открывшаяся ставня. Надо было решаться. Гаврилов неспроста убирает его с дачи, это было ясно. Как бы ни сложились обстоятельства там, куда придется поехать сегодня вечером, Максимов за себя не беспокоился. Причувствие подсказывало, что шанс спастись есть. Но оно же говорило, что до рассвета на даче будут ликвидированы все. Костик, завершивший работу, волей-неволей приговорил всех. Даже если у операции и есть хоть какие-то перспективы, на живущих на даче они не распространяются. Лишние свидетели никому не нужны, ни Гаврилову, ни тому, кто заказал эту операцию. «Слушай, кукушонок!» Максимов не стал оборачиваться, так было легче настроиться на возившегося в шкафу Костика. «Загадку на сообразительность хочешь?» Всегда, пожалуйста, с готовностью отозвался Костик. Перед тремя испытуемыми предварительно накормив их солью, поставили по стакану с водой и предупредили, что вода может быть отравлена. Один терпел так долго, что потерял сознание от жажды. Второй, дотерпев до предела сил, стал сначала смачивать губы, дожидаясь реакции, потом стал пить мелкими глотками. Так и выдержал в камере, где стояла адская пекла. Третий спокойно выпил воду и был сразу же выпущен из камеры. Кто из них был прав? Никто, тут же ответил Костик. Максимов провел пальцем по холодному стеклу, рисуя какой-то угловатый значок. «Почему?» – спросил он, размазывая нарисованное. «Потому что никто из них не знал, был ли я в стакане. А если и был, то какой у него срок действия?» Костик захлопнул дверь шкафа. «Задачка на сообразительность для дебильных детей!» Максимов повернул и внимательно посмотрел на Костю, сосредоточенно застегивающего пуговицы на своей рубашке. Такие задачи решают готовящиеся к посвящению в первой степени ордена. Учителя сразу выбраковывают тех, кто не умеет находить суть за ворохом бросовых фактов, и тех, кого привычка мудрствовать лишила быстроты и легкости мышления. Половина проблем не существует реально, а порождена нашим неумением видеть и концентрироваться, считали учителя ордена. «Кукушонок, а филиал ты нашел? С затаённой надеждой на отрицательный ответ спросил Максимов. «Что мог, сделал», Костик попытался заправить рубашку в джинсы, потом махнул рукой. Они, естественно, не в Грозном. Номер телефона липовый. Принцип тот же, что и у телефонов для сексуально озабоченных. В объявлении указан код и телефон где-нибудь в Виане, а трубку девица снимает в Москве. Ты слушаешь трёп, а деньги идут, как за международный звонок. Хочешь сказать, что дали денег и подключились через междугородний АТС? Ага. Костик клавиатурой, как совком, сгреб мусор на угол стола на освободившемся месте стал сбивать стопку распечатанных листов. Я засек время прохождения сигнала звонков, действительно приходящих из Грозного, и сопоставил с сигналом филиала. Даю голову на осечение, что они сидят в Москве. «Так оно и будет, пацан», – невольно мелькнуло в голове Максимова. «Голову тебе оторвут и не посмотрят, что ей цены нет». Тогда я, человек вредный и настырный, удумал следующее. Кость откнул в клавиши. На один из мониторов выбросила цветную картинку. Присмотревшись, Максимов узнал карту Москвы. «Все приборы фонят, это ясно. Фонят они строго индивидуально. Вот я и не поленился и записал фон работы всех АТС в городе. Потом вычленил фон работы распределительных узлов. Теперь по характеристикам линии, откуда идет звонок, можно точно вычислить место. Немного доработать программу, совместить с компьютерной картой Москвы и поиск можно вести в режиме реального времени, только бы хватило быстродействия машины». Она автоматически отзванивает на соседние распределительные узлы, пока точно не зная, через какой идет звонок, закончил за него Максимов. Как догадался, удивился Костик. Природа страхуется, и умная мысль никогда не приходит только в одну голову. Ты забыл сказать, что следом нужно выслать оперов, которые вычислят офис в нужном квадрате. Это уже не ко мне, пусть Гаврилов или Журавлев работает, я-то тут при чем? Костик пожал острыми плечами. Но филиал надо найти обязательно. Основной поток денег, снятых со счетов МКБ, надо уводить через филиал. Так будет надежнее. Надеюсь, дураков отправиться в Грозный с ревизией в банке не найдется. Троих оттуда уже в гробах доставили. Но на то время, пока я буду чистить банк, эту липовую контору надо заблокировать. Вот так. Он хотел повернуться, но Максимов цепко ухватил его за рукав. Кукушонок, ты нашел филиал? Почти. Квадрат известен, дело за операми. Максимов посмотрел Кости в глаза. Потрепал по торчащим во все стороны вихрам, заставил наклонить голову. «Ты просил у меня пистолет в награду, помнишь?» – прошептал он, усыпанное веснушками ухо. «А дашь?» – глаза Кости вспыхнули от восторга. «Дам, но еще круче!» – Максимов еще больше понизил голос. «Я сейчас уеду. Незаметно войдешь в мою комнату. Под кроватью надо будет отогнуть ковер, найдешь автомат. Снаряжен и готов к бою. Он предложил палец гумам костика Тихо, не ори. Дарю на двух условиях. Первое. Сейчас идешь вниз и лепишь говорили что хочешь, но о том, что нашел филиал, ни слова. В крайнем случае, обещай вычислить на следующей неделе. А зачем? Не перебивай. Второе условие до моего возвращения держишь автомат у себя в комнате. В таком бардаке его никто не найдет. Дурью не страдай, из окна стреляй только при особой необходимости. А зачем из окна костик посмотрел на него с такой детской наивностью во взгляде что максимов невольно разозлился хотелось сказать что-нибудь заковыристо из репертуара ночь разведки но сдержался дверь бесшумно распахнулась максимов едва успел отстранить от себя Костю. инга обвела взглядом комнату и вздохнула а я тебя ищу максим костюм готов она укоризненно посмотрела на костика а тебе уникум гаврилов сейчас голову оторвет сколько можно тебя ждать а Попробовал бы его сначала добудиться, а потом уж выступал. Максимов хлопнул костью между острыми лопатками, подталкивая к дверям. «Ну что рад? Парень вторые сутки не спит». Костик оглянулся через плечо и благодарно улыбнулся Максимову. А тот отметил, как легко и точно ставит Костик ноги между наваленными на полу пачками бумаг. Так кошка, пробираясь по столу, грациозно скользит между посудой, ничего не задев и не опрокинув. «Риск был, но думаю, я угадал», – подумал Максимов. Даже если я ошибся, кто меня осудит. Через несколько часов все будет кончено, я уверен. Так почему же я не смог дать парню шанс, если не спастись, то хотя бы с честью уйти из жизни? Стрелять я его худо-бедно научил. Остальное его дело как жить и как умирать, каждый решает сам. Вещи лежали на тахте: светло-зеленый пиджак, темные брюки, белоснежная рубашка. Максимов стянул на ходу свитер подошел к окну. Морпих Василий, властнящийся от дождя куртки, прохаживался вокруг Ауди Гаврилова. Конвой, лениво перебирая лапами трусил следом. Других признаков жизни не наблюдалось. Поселок покорно мерз под непрекращающимся дождем. В редких окошках теплились огоньки, немногие упорные дачники решили ждать первого снега. На краю поселка, где стояли островы недостроенных особняков, время от времени вспыхивали звездочки электросварки. Деньги не знают плохой погоды. Он подышал на стекло, на запотевшем пятне нарисовал острый крючок. «Руна Лагас. Знак воды», – прошептал он. Закрыл глаза и представил бурный поток, перекатываясь через гладкие валуны. Сейчас события начнут бурлить, как вода, прорвавшая плотину. Нельзя противиться потоку. Доверься ему, и его скорость и сила станет твоей. Только не дай затянуть тебя в пучину. Держись на поверхности. Сзади скрипнула дверь. Максимов посмотрел на отражение в стекле. «Инга, я, между прочим, переодеваться собираюсь». «А я, между прочим, для этого и пришла». Она плотно закрыла за собой дверь, прошла в комнату и присела на угол тахты. Максимов, чувствуя на себе взгляд Инги, снял спортивный костюм. Странно, но привезенная Гавриловым одежда оказалась в пору. Гаврилов относится к тому типу, что тщательно в мелочах, но зато ошибается по-крупному. Очевидно, не знает о военного искусства. Даже тупой комполка Три года проминающий стул в академии знает, что никакой тактический выигрыш не искупит стратегической ошибки, подумал Максимов, возясь с пуговицей на рукаве. В людях задействованных в операции он ошибся, но на этом горят все опера, считающие себя богами, а остальных марионетками. А вот где же он еще прокололся? Причем так, что сегодня себе места не находит. Спросить бы, да поразить не ответит. Он наконец справился с пуговицей и повернулся к Инге. Результат? «Под лицу все к лицу!» Инга вздохнула и отвернулась к окну. «Не понял, это комплимент или констатация факта?» «Разве не ясно? Ревную!» Он счел за благо не комментировать, взял висевший на спинке кресла галстук. Инга напряглась, готовая встать. Потом, увидев, как он в три движения завязал галстук, откинулась на тахте, поджав ноги. «Что-то не так?» «Хотела помочь, а ты сам справился. Странно, почему-то надеялась, что ты не умеешь завязывать галстук». Она положила под щеку ладонь, глаза продолжали следить за каждым движением Максимова. «Странно, одеваешься быстро, как по тревоге, а придраться не к чему. Словно всю жизнь по светским тусовкам ходил». Хемингуэй сказал, что не может понять мужчину, дольше десяти минут завязывающего галстук, сказал Максимов, присев у большой спортивной сумки, где держал свои вещи. «Пижон он был и мачо», – поморщила Синга. Вот когда перебеситесь со своим феминизмом, взвоете, пробурчал Максимом, не поднимая головы. Это еще почему? Нормальных мужиков не останется, одни латентные педерасты. Ой, напугал, нормальных и сейчас почти нет. Вот и не пей кровь у единственного в этом дурдоме. Он достал стилет, вытащил из ножен, погладил пальцем клинок. Нож был выполнен подвороненную сталь. Темное граненное лезвие переходило в витую матово-черную рукоять. Максимов достал из бокового кармана сумки ножны из белой кожи и лайковый чехольчик. Натянул чехол на рукоять, ножды приснегнул чуть выше кисти. Последний раз погладил клинок и вогнал в ножны. Теперь, если придется снять рубашку, нож сразу не бросится в глаза, а бросить его в цель – дело секунды. Инга, молча следившая за его действиями, пошевелилась, удобнее расположившись на тахте. «А вы действительно с конвоем похожи. С тобой как с большой собакой», Хочется иметь, аж сил нет. А приведешь домой, не будешь знать, что делать. Максимов поднял голову и внимательно посмотрел на Ингу. В ней было все, что делает женщину притягательной и опасной. За мягкостью и покорностью, которую привыкли считать женственностью, крылась властная непоборимая сила. Древние обожествляли эту силу женщины, поклоняясь разноликим богиням, дарующим жизнь и одновременно беспощадно ее отнимающим. Любое знание, полученное вне чувственного опыта, для женщины губительно и нелепо. В этом Максимов уже устал убеждаться. Инга, отметая чуждые ей знания из мира мужчин, до старости играющих в индейцев, знала одно. С силой, данной ей от природы, никто справиться не сможет. Она обязательно возьмет свое, не сломает накатом, так затопит, растворит, убаюкает теплой волной и затянет в темную бездну. Максимов протянул руку, коснулся ее колена. Она тут же накрыла его руку своей. Сквозь прикрытые веки на него смотрел внимательный, притягивающий взгляд. Он крепче сжал пальцы. Она задышала глубже, губы слегка приоткрылись. «Прирученная тигрица ничем не отличается от настоящей. Лишь одна разница. Та бродит где-то в джунглях, а это лежит, свернувшись калачиком. На твоей постели ищурясь прикидывает расстояние для броска», – подумал Максимов. Свободной рукой перебросил пиджак в кресло, сел рядом на край тахты. Он прошептал короткую фразу. Инга шире открыла глаза. «Что ты сказал?» «Красивая женщина – это клинок, рассекающий жизнь. Японская мудрость». «Это комплимент или констатация факта?» – улыбнулась Инга. «Ко всем своим достоинствам ты еще и японский знаешь». «Для этого надо быть японцем», – покачал головой Максимов. Снизу донеслись возбужденные голоса Гаврилова и Журавлёва. «За Костика принялись», – усмехнулась Инга. Кстати, твоя женская интуиция ничего не подсказывает. С каких это пор ты стал просить совета у женщины? Это мой единственный недостаток. Надеюсь, не смертельный. Дай бог каждому такой. Инга села, положив под спину подушку. Ваших дел, конечно, не знаю. Она машинально поправила волосы. Но грядут большие неприятности. С чего взяла? Ой, Макс, вздохнула Инга. Вы же у меня не первая. Всегда так бывает, сначала хорохорятся, потом по углам шушукаются, а под конец сидят, прости, как геморройный больной после клизмы, ждут неприятностей. И в чем они выражались? Ну, у тех, с кем ты до нас работала. Она скользнула взглядом по его лицу и отвела глаза. Не знаю, я всегда уходила раньше. Вернее, Гаврила увозил. Ты же умница, Инга, неужели не боишься? За себя? Нет. Инга достала из кармана меховой безрукавки пистолет маленький дамский браунинг. Кто-то из бывших сталинских соколов подарил. Максимов сразу же отметил, что держит она его правильно. Как догадался. В темных глазах Инги мелькнуло превосходство перед невооруженным. Классика трофейного шика, даже ручка перламутровая. Метров с трех завалит насмерть, если попасть куда надо. Калибр мелкий, надо пулей колоть как шилом. Хотя с твоим медицинским образованием... Он посмотрел ей в глаза. Темный, какому-то в летней реке, те, кто обитал в этих омутах, нажмут на курок и с восторгом будут смотреть на результат. Это он почувствовал отчетливо до холодной щекотки в груди. Там, куда смотрел черный глазок ствола. Максимов встал, достал из тумбочки кабуру. Перекинул ремни через плечи. С зауром под мышкой сразу же стало спокойнее. Он покосился на никелированный браунинг на ладони Инги. Теперь ее пистолетик воспринимался так, как того заслуживал игрушка для детей призывного возраста и последний аргумент истеричек. Хорошо так думать, когда есть что-нибудь вроде Заура. А если нет, то лучше лишних движений не делать. Такая как Инга в секунду в тебе понаковыряет дырок, как мышки в сыре. Возвращайся, Максим. Он посмотрел на покусывающие губы Ингу. Тигрица успела спрятать когти и теперь нежилась, наслаждаясь недолгим покоем. «Само собой», – кивнул Максимов мимоходом, осматривая комнату. Так, ничего не забыл, ничего не оставил. Нам поговорить надо, обязательно. В ее голосе проскользнула новая нотка. Максима внутренне собрался. То, ради чего он, рискнув приручил тигрицу, прорвалось в самый неподходящий момент. Времени на серьезный разговор не было, да и обстановка не та. Надеюсь, не о маленьком городе в Зеленой долине. Там, где мужчины похожи на львов, а женщины кротки, как газили. Об этом больше всего хочется, но вряд ли получится, да? Инга слабо улыбнулась. «Боюсь, да. На деньги Гаврилова белого коня не купишь, а сам не подарит. Придется на своих двоих добираться». «Когда?» – голос ее выдал. Неприкрытого интереса в нем было больше, чем нужно. «Как только, так сразу». «Меня не забудь». Инга спустила ноги на пол, на ощупь стала искать туфли. «Такую забудешь», – подумал Максимов, с трудом отводя взгляд от высоких тонких щиколоток и, подхватив пиджак, вышел. Норду. Анализ информации, переданной Бруно, позволил установить точную структуру финансовых потоков известной вам группировки. Основные узловые звенья финансовая компания Либико Лотусбанк Швейцария, Банка Del де ла Плата Венесуэла, Балтик Банк Латвия и МКБ Россия. Предварительный расчет объема финансового потока в ходе операции оценен нами как 1 миллиард 200 миллионов. Для ускорения прохождения финансовых средств по подконтрольным нам каналам предлагаем использовать комбинацию счетов Лабиринт 3. Система Лабиринт 1 будет использована в качестве резервной. Валдай. Норду. Предварительная подготовка закончена. Приступаю к активному поиску объекта Касса в установленном квадрате. Печора. Срочно. Салину В.Н. Агент Кукушка информирует, что дикарь покинул адрес сопровождения иноходца дикарю поставлена задача на сопровождение и контроль объекта «Малыш». Согласно информации Кукушки, объект «Гном» под давлением иноходца установил контакт с финансистом. Планируется прямой выход на известных вам лиц и использование средств, находящихся в Стокгольме. Группой наружного наблюдения ведется постоянный контроль за передвижениями и находца. Мною приведены в максимальную готовность группы, задействованные в операции «Загон». Жду дальнейших указаний. Владислав. Глава 44. Еще рано прыгать за флажки. Когти орла. Машина, переваливаясь в разбитой колее, медленно ползла к выезду из поселка. Гаврилов приспустил стекло, выбросил окурок. «Настоящий снег скоро пойдет, сказал он, потянув носом. «Уже снегом пахнет. Скорее бы, надоело слякать». Максимов промолчал. Впереди по дорожке шел старик, волоча скрипучую тележку, из провулка выскочили двое подростков, бросились через пути к платформе. Судя по скопившемуся на ней дачному люду, вот-вот должна была подойти электричка. Гаврилов увеличил скорость, скрипнув мокрым песком под колесами, выкатил Ауди на дощатый помост переезда. С прерывистым перезвоном опустился шлагбаум, красные огоньки замигали прямо перед бампером. «Кто не успел, тот опоздал», – усмехнулся Гаврилов, дернув ручную тормоз. «Кстати, что это на тебя так круто впялился?» Ему надо знать, на кого я работаю, на себя или в паре с кем-то из дачников, подумал Максимов. Сколько тревоги в голосе. Кротов, черт старый, так перенервничал, что потерял контроль над собой. Так пялил на меня глаза, что Гаврилов сразу же насторожился. По-моему, там все уже поняли, игра сделана, на днях потушат свет и вынесут трупы. Он не на меня пялился, а на костюм, как можно небрежнее сказал Максимов. Кротов же у нас Дэнди старые закваски, вот и распереживался. А неплохой костюмчик я тебе подогнал, да? Спецодежда она и есть спецодежда. Ну, тебе не угодишь, сыграл возмущение Гаврилов. Максимов сел боком, чтобы было лучше видно лицо Гаврилова, и задал давно подготовленный вопрос. «Никита Вячеславович, я должен его грохнуть?» «Кого?» – вскинул брови Гаврилов. «Казачка». «С ума сошел?» «А на кой черт я туда еду?» Гаврилов задохнулся от возмущения, а потом ткнул острым пальцем Максимова в плечо. «Ты! Ты урод, Максим!» Гаврилов болезненно поморщился. «Я уже проклял день, когда с тобой связался. Запомни, душегуб, еще раз достанешь ствол без приказа, оторву руки!» Максимов посмотрел ему в глаза и Гаврилов невольно отдернул руку. Мимо пронеслась московская электричка, завыли тормоза, поезд замер у полупустой платформы. Шлагбаум не подняли, и на противоположной стороне платформы толпа дачников пришла в движение. Приближалась электричка на Москву. Будем считать, что я не понял приказа. Максимов не спускал глаз с лица Гаврилова. Поясните, а то выйдет как вчера. Мамек был слишком прозрачным, Гаврилов не мог не понять. Судя по красным пятнам, выступившим на скулах, вчерашние неприятности еще не забылись. Для бестолковых поясняю. Сопровождаешь казачка и его тёлку на тусовку. Крутишься вокруг них весь вечер. Потом сопровождаешь до дома. Возвращаешься на дачу. Все, а если его убивать начнут? Сегодня не начнут, можешь мне верить. А завтра? Завтра ты получишь командировочные фильмы «Русын» и полетишь в Стокгольм. Максимов кивнул, достав сигарету, прикурил, выдохнул струю дыма в лобовое стекло. Прищурившись, сидел за голубоватыми водоворотиками дыма, стекающими по панели к полу. «Самые тяжелые дни в Абхазии были перед зарплатой», – начал он тихо, словно самому себе. «Обычные бои – ерунда. Там опасность всегда спереди, а вот перед зарплатой надо крутить головой на 360 градусов. Потому что бухгалтерия экономии любит. Получишь полю в спину, на тебе и сэкономят зарплату. Обидно будет до чертиков, а ничего не поделаешь. Ведь, как учил верный Ленин с Леня Брежнев, экономика должна быть экономной. Не понял. Гаврилов насторожился. Я потому и жив до сих пор, что за неделю до окончательного расчета начинаю крутить головой. Не доверяешь, значит? «Извините, Никита Вячеславович, нет. На мне висит энное количество миллионов, и пока они лежат на счету в Стокгольме, я сплю спокойно». «Но неужели я такой дурак, что как Бобик по первому свистку принесу их в зубах?» «Без тебя снимем». «Ага, круто вы туда повезете», – Максим успехнулся. «Только он не я, все ходы-выходы в том мире знает. Хоть в кандалах его в банк ведите, он все равно уйдет и деньги с собой несет. Своим пронеслась, набирая ход, электричка на Москву. Гаврилов, едва дождавшись, когда поднимется шлагбаум, сорвал машину с места. Полегче. Максима ухватился за ремень. Живой сейф, можно сказать, везете. Гаврилов вырвали на шоссе, вдавил педаль газа, покусывая губы, следил за стрелкой спидометра, подбирающегося к отметке в 100 километров. Ладно, говори, чего ты хочешь. Он откинулся на подголовник кресла, скосив глаза на Максимова. Первое. На кой черт я еду на эту тусовку? На тебя хочет посмотреть один человек. Куратор операции, уточнил Максимов. Только не делайте круглые глаза. Хватит играть в крутого босса. Банк твоему агентству нафиг не уперся, тем более не по зубам. Да, куратор, вдохнул Гаврилов. Максимов отметил, что красные пятна спали, теперь лицо Гаврилова сделалось синюшно-бледным. Ох, как его корежит, мысленно усмехнулся Максимов. Сболтнул от страха. А что оставалось делать? Хватило ума сообразить, только стоит сказать, что надо кончить казачка, как я выскочу из машины, оставив в ней гавриловский труп. Убить казачка означает поставить точку в игре и повязать концы на себя. А концы сейчас начнут рубить с молодецким хряком. Только кровавые брызги полетят. «Контакта там не будет. Он посмотрит на тебя и все, продолжил Гаврилов. «Он всегда так делает. Понравишься – сделает предложение. Но не сегодня, через пару дней». «А смысл какой?» «Как какой?» – удивился Гаврилов. «Надо договориться, на каких условиях ты передашь деньги со счета. И как с тобой дружить дальше?» Он покрутил головой. «Жук ты -то еще тот. К тому же душу губ отмороженный, но работать умеешь. А ни я, ни куратор зря такими кадрами не разбрасываемся». «Правильно», – кинул Максимов. «Кадры – не массы, поэтому и решают все». Он уже давно заметил в зеркало заднего вида прилипший к хвосту черный форт. Гаврилов стал сбавлять газ. Форт сделал то же самое. Впереди у обочины был припаркован джип. Гаврилов принял в правый ряд, убрал ногу с педали. Машина накатом пошла прямо к джипу, из которого, завидев приближающуюся Ауди, выскочили двое. «Гаврилов!» – прошептал Максим. «А! Не шали!» – Стол пистолета уперся в бок Гаврилову. Тот дрогнул всем телом и нажал на тормоз. Форт мигнул фарами и замер сзади метрах в трех. Пулю в бок Гаврилову, кувырком из машины. Двумя выстрелами снять тех у джипа. Потом пулю в салон форда, вторую в радиатор. Назад в машину выбрасываю Гаврилу. Пулю на добивание захлопнуть дверь и по газам. Даст бог, оторвусь! Пронеслось в голове. Тело уже приняло приказ и собралось для рывка из машины. Усилием воли он расслабил палец, лежащий на спусковом крючке пистолета. Гаврилов, у меня нет ни фирмы, ни семьи, ни дома. Даже кошки плешивой нет, скороговорка прошептал Максимов а у тебя есть все. Умирать тебе будет больнее и обиднее. С ума сошел, убери ствол! Это что за фокусы? Максимов кивнул настоящих у джипа. Гаврилов набрал полные легкие воздуха, выдохнул, закатив глаза в потолок. Это, душегуб, твоя машина, медленно закипая, произнес он. На ней поедешь к казачку. Не пехом же к нему переть! А телка его в свой мирен тебя не пустит, понял? Понял? Максимов спрятал пистолет в рукав. Предупреждать надо. Он взялся за ручку двери. Я не прощаюсь, Никита Вячеславович. «Блин, глаза бы мои тебя не видели», – прошептал Гаврилов. «Про окошку и все остальное остаётся в силе. Терять мне нечего. Если меня разозлить и не убить сразу, остановить будет сложно. Найду и оторву голову». «Угрожаешь?» – нехорошо усмехнулся Гаврилов. «Предупреждаю. А в Стокгольм я должен прибыть живым. Запомните и передайте куратору. Конечно, проще отрубить мне руки, но, боюсь, на тамошних банкиров это произведет неизгладимое впечатление». Представляете, входите в банк и достаете из кейса мои синие ладошки. Максимов рассмеялся и толкнул плечом дверь. В джипе он стер новую испарину с висков. Посмотрел на себя в зеркальце. В глазах, окруженных темными тенями, притаилась тревога. Решили поиграть в кошки и мышки? Поиграем. Куратор операции, конечно, приманка хорошая. Очень хочется на него взглянуть. Но если куратор не дурак, а он не дурак, если так долго держался в тени то он будет последним, кого ты увидишь на этом свете. Он суеверно сжал кулак. На секунду возникло желание выхватить пистолет и разом решить все проблемы. На дороге остались бы трупы Гаврилова и его людей. Через полчаса максимум он был бы уже в надежном укрытии ордена. Живой. Но его приучили к мысли, что ты живешь за счет тех, кто погиб, прикрывая тебя. Они, держась до последнего, выигрывали минуты. Часы, возможно, годы твоей жизни». И если пришел твой черед затянуть время, отвлекая огонь на себя. Надо это делать. Забыть об инстинкте самосохранения и умирать как можно медленнее, цепляясь за жизнь, чтобы жил тот, кому передано довести операцию до конца. Сейчас он был уверен, что знает этого человека. Всё время он был рядом. Именно ему Орден поручил самую сложную часть работы. Соберись, Макс, приказал он себе, делай то, что от тебя требуется, и ни о чем не думай. Повернул ключ зажигания. Под капотом ожил мотор. Еще рано прыгать за флажки. Ауди Гаврилова, бибикнув сигналом, на медленном ходу прокатил мимо. Максима пристроился следом. Глава 45. Шакал в капкане. Цель оправдывает средства. Сопроводив машину Максимова по Рублевскому шоссе до отвилки, ведущей к особняку Газачка, Гаврилов развернулся и погнал Ауди к Можайскому шоссе. Люди Самвела Сигуа ожидали в невзрачном пикапе у ограды Кунцевского рынка. Гаврилов заглянул внутрь салона, в нос ударил острый запах армейской формы. Все семеро были в полувоенной форме. Камуфляжные куртки, темные штаны и высокие бутсы. «Маджахиды, твою мать!» – подумал Гаврилов, переводя взгляд с одного заросшего до синего лица на другое. «Кто старший?» «Я», сказал самый широкий в плечах, на груди в разрезе распахнувшейся куртки блеснул золотой полумесяц. Исмаил зовут. Оружие с вами? Зачем? Исмаил пожал плечами. Электричкой привезут. Правильно. Приказ прост. Берите дачу под охрану. При первом нападении гасите все вокруг. Людей на даче не трогать. Кроме этого, Гаврилов протянул фотографию Максимова. Его ликвидировать. Вряд ли он там появится, но на всякий случай запомните. Как увидите, стреляйте без разговора». Исмаил смотрелся в лицо на фотографии, покачал головой и, сказав что-то своим людям на незнакомом Гаврилову языке, вернул снимок. Гаврилов сопроводил пикап до Одинцовского поста ГАИ. Дальше до дачи люди Самвела могли добраться без особых приключений. Развернулся и медленно поехал назад в Москву. На город опускались по зимнему ранние сумерки. Встречные машины слепили фарами. Он ставил кассету в магнитофон, до максимума увеличил громкость. Высотки пел про охоту на волков. От рущего звука струн, от заклюбывающегося в крипе голоса по телу пошли мурашки. До того, когда на него самого пойдет охота, остались считанные часы. Но Гаврилов был уверен, что успеет перепрыгнуть через флажки и уйти, заметая следы. Пути отхода готовил заранее. Главное, не начать метаться, привлекая к себе внимание. Главное, не дать понять охотникам, что почуял близкую травлю. Тем неожиданнее будет для них рывок за флажки. Старые дела Из всех, с кем свела его служба, Гаврилов с уважением вспомнил лишь своего первого начальника отдела и учителя полковника Самсонова. Ценник был невероятный. Возможно, только благодаря этому ушел на пенсии в полном физическом и умственном здравии. Первое самостоятельное задание, которое получил от него Гаврилов, к прямым служебным обязанностям отношения не имела. Нужно было пройти в Елисеевский гастроном и кро из носа добыть 20 коробок конфет, по одной на каждого опера в отделе. Гаврилов шел по тогда еще не переименованной улице Горького, запруженной толпой, лихорадочно скупающей все подряд. До очередной годовщины Великого Октября оставалось 5 дней. И вспоминал все, чему его еще недавно учили в высшей школе КГБ. Подобной ситуации чекистская наука не предусматривала, но Самсонова на это было глубоко наплевать. Он пообещал за невыполнение распоряжения, сослать лопахухого опера набираться жизненного, а не книжного опыта в дыру, где из торговых точек есть только провонявшийся селёдкой и хозяйственным мылом сельма. Угрозу это исполнить было проще простого. Гаврилов был взять в отдел с испытательным сроком, стоило только написать в характеристике, не способен к оперативной работе, и на карьере можно было ставить крест. Гаврилов потолкался у прилавков и обреченно вздохнул. Хрущевский коммунизм так и не наступил, а брежневский развитой социализм уже приказал долго жить. Страна жила в царстве тотального дефицита, о котором классики марксизма-ленинизма почему-то в своих собраниях сочинений не написали ни строчки. А было бы неплохо у них узнать, по какой-то политэкономической теории полагается использовать склад магазина под хранилище этого самого дефицита. Задавать глупые вопросы было некому, все красные от возбуждения, съезжающих на глаза шапках, приступом брали отделы, в которые что-то выбросили. Гаврилов собрал все остатки мужества, с трудом протиснулся к служебному входу. Он сделал строгое лицо и сунул под нос первому попавшемуся в коридорном полумраке красной корочки удостоверения. Грузчик от неожиданности дрогнул испытым лицом, потом, приглядевшись по к золотому тиснению буковок, махнул рукой куда-то в темноту и просипел. «Это не ко мне, это к Зои и поволок дальше свиную тушу, тащил прямо по грязному как асфальт улицы Горького полу. Зоя Иванна, которую, побродив по коридорам, наконец нашел Гаврилов, оказалась знойной женщиной бальзаковского возраста. Он так и не вошел в ее кабинет, держа в вытянутой руке удостоверение. Она лишь кивнула высоким блондинистым начесом и продолжила крыть матом двух понора, повесивших голову здоровяков, судя по перемазанным кровью халатам мясников. Так, красавчик, тебе чего? Спросила она, переводя дух после особо витиеватой фразы. Организуйте 20 коробок ассорти, как мог твердо сказал Гаврилов. Ванна неожиданно заржала, как любимый конь буденного перед парадом и напрочь заглушила вторивших ей мясников. После этого она долго утирала слезы и еще дольше восстанавливала макияж, для чего завалила стол разномастными коробочками французской косметики. Ну ты дал, красавчик! Она тяжело вздохнула, отчего огромные груди, угрожающе приподнялись над краем декольте. «Так и в гроб недолго. Юрка Николин, что ли, прислал?» Сказать, что прислал полковник Самсонов, значило вызвать новый приступ истерического гогота. Это Гаврилов уже понял. Пару слов э, с глазу на глаз. Он замялся и добавил «если можно». Зоя Ивановна как-то странно на него посмотрела и одним кивком головы услала мясников вон. Достала из небрежно надорванной пачки мальбора сигарету, Прикорила от пьезозажигалки зажигалки и медленно выдохнула дым через свернутые трубочкой губы, прямо на Гаврилова. «Я тебе, красавчик, сейчас все организую», – нехорошо усмехнувшись, сказала она. «Прямо отсюда вы поедешь служить. Куда тебя послать-то?» «Худой же, на севере того и гляди концы отдашь». «Ай, пусть сами решают». Она потянулась к трубке. «Что-то я не разглядела, ты из чьих соколиков будешь?» «Зоя Ивановна, вы не так поняли». У Гаврилова по спине скользнула холодная капелька. «Ты что, вчера родился?» – задохнулась от возмущения Зоя Ивановна. «Ты куда вломился, молокосос? Ты в Елисей к Зое Ивановне вломился! Да тебе еще лет десять в прудмаге Малаховки отовариваться положено! Сюда люди с лампасами без стука не входят, а ты, Архаровец, с ксивой своей наперевес! Нет, таких лечить надо, все, звоню!» Она сняла трубку, ткнула в диск густо накрашенным ногтем. Спустя много лет Гаврилов не мог понять. Какая сила подрубила его под коленки и опрокинула на пол? И куда вдруг испарился воспитанный в вышке гонор от принадлежности к нации, как втолковывал им начальник курса? «Зуя Ивановна», – прошептал он, едва сдерживая слезы. Та с минуту смотрела настоящего перед ней на коленях Гаврилова, потом нехотя положила трубку и вздохнула. «И что мне с тобой, красавчик, делать? Шеф послал, да?» «Ага», – кивнул Гаврилов, сообразив, что самое страшное уже позади. Сука у тебя шеф, давай и мы его куда-нибудь пошлем. Глаза Зои Ивановны вспыхнули огнем оскорбленного чувства материнства. А ведь пошлешь же стерва. Один звонок и сам сома китайских шпионов где-нибудь в Благовещенске, подумал Гаврилов и отчаянно замотал головой. Как хочешь. Я думала, ты умнее. Зоя Ивановна сразу же потеряла к нему всякий интерес. Что-то быстро черкануло на клочке бумаги. Отнесешь в третий цех. Тридцать коробок. Деньги в кассу. Третий цех оказался полуподвалом, доверху забитым картонными коробками. Гаврилов напряг все знание английского, но большей части надписей разобрать не смог. Какие брать-то будешь? спросила кладовщица, перехватив ошарилый взгляд Гаврилова, блуждающий по штабелям коробок. Самое лучшее нашелся Гаврилов. Второй урок последовал сразу же после ноябрьских праздников. Взяли малохольного скрипача диссидента. Рез был давно согласован, парень продолжал пиликать в филармонии и травить антисоветчину на кухне и не ведал, что только высшие политические соображения, не давать повода вражеской пропаганде очернить светлый праздник советского народа, позволили ему посидеть с друзьями за праздничным столом. Самсонов, лично руководивший обыском и проведший первый допрос, вызвал Гаврилова и сказал, смачно, как грузчик после трудового подвига, растягивая папиросу, «Молодой, спать тебе еще рано». Связи клиентов Лефортова. Именно в этот вечер Гаврилов испытал тот высший пик блаженства, когда на одном вдохе познаешь все тайны бытия. Даже первый опыт узнавания и наслаждения женским телом не шел ни в какое сравнение. Чувство было намного острее, пьянило своей запредельностью. Всю дорогу он поглядывал в зеркало на зажатого между двумя операми скрипача. При аресте и на допросе он еще более-менее держался, а тут расклеивался с каждой минуты. Гаврилов ждал, что вот-вот из черных навыкати глаз брызнут слезы, но скрипач только кусал губы. А когда вздрогнули железные ворота лефортовской тюрьмы и медленно поползли в сторону, открывая проезд машине, Гаврилов как по наитию развернулся на переднем сиденье и заглянул в лицо скрипача. И ошалел. Оно медленно наливалось смертельной бледностью. Это уже была маска, на которой еще жили глаза и тонко-тонко, как у птенца, дрожали веки. Не было избалованного поклонницами скрипача, не было любимца семьи и дежурного остряка диссидентских сиделок. Был труп с окостеневшим лицом. Прошлое для него уже умерло, а будущего не будет никогда. Нет ада и врат, ведущих в него, нет бездны и гиены огненной. Выдумали это все те, перед кем распахивались железные ворота темниц. Лишь им, умершим на пороге и до конца земных дней, так и не воскресшим, людская молва обязана страшными сказаниями об аде. Только так никто и не понял этих мертвых пророков. Ад, он всегда рядом, и врата его всегда открыты. Мысль, ворвавшаяся в сознание, была настолько чуждой Гаврилову, что он невольно вздрогнул. И вслед за этим знанием, обжегшим его мозг, откуда-то изнутри поднялась теплая, вязкая волна удовольствия. Гаврилов рефлекторно сжал колени, вдруг захотелось рассмеяться, плюнуть в это мертвое лицо. Он не знал, откуда это в нем. Еле сдержался. Отвернулся, развалился в кресле и закрыл глаза, пьяный от неведомого ранее чувства превосходства над униженным до последней черты человека. Самое странное, что сам он в тот вечер не ушел домой, дождался Гаврилова. В полуха выслушав доклад, он молча кивнул на свободный стул, достал из-под стола початую бутылку коньяка. Гаврилов испуганно оглянулся на дверь. В коридорах управления было непривычно тихо. В кабинете горела только настольная лампа, освещая угол стола с одиноко белеющим листом бумаги. «Сядь, молодой, не дергайся. Самсонов небрежно плеснул коньяк в стаканы, повозился в ящике и выложил на стол коробку ассорти. Тех самых, через унижение добытых Гавриловым. «По твоему очумелому виду я понял, что урок пошел впрок. Так?» Гаврилов кивнул. «Я подписал твою характеристику. Работать ты у нас будешь. Больших звезд не гарантирую, но работать ты сможешь». Он медленно высосал из стакана коричневую влагу, бросил в рот конфету. Скажи честно, сладко было?» «Да», – кивнул Гаврилов, сразу же поняв, какую невыносимую сладость имеет в виду Самсонов. «То-то, салага. Теперь я за тебя спокоен. Теперь ты дважды привитый. Как щенок», – хохотнул Самсонов, сверкнув хитрыми кабаньями глазками. По красному одутловатому лицу было ясно, что половину бутылки он высосал в гордом одиночестве. «Можно тебя и на охоту брать, не боясь, что подцепишь какую-нибудь заразу», он бросил в рот еще одну конфету. «Жаль, что тебе для первого раза попался этот консерваторский педрила, а не замминистра хотя бы. Вот тогда бы ты еще лучше понял, что от всесильной Зои Ивановны до дерьма лагерного лишь один шаг». Он со значением посмотрел на притихшего Гаврилова. «Они жизнь превратили в сплошной праздник. Но праздник, заметь, как ни крути всегда на нашей улице, на Лубянке. Кстати, с праздником тебя, Гаврилов!» Он чокнул со своим пустым стаканом с еще полным Гавриловским. «С днем рождения, опер!» Самсонов оказался прав. Через 7 лет Гаврилов со злорадством прочитал об аресте директора Елисеевского гастронома. Андропов, придя наконец-то к власти, как капитан на тунущем судне, для наведения элементарного порядка приказал показательно вздернуть на рее первого попавшегося. Директора под улюлюканье толпы приговорили к расстрелу. И вообще, недолгое Андроповское правление Гаврилов вспоминал как непрекращающийся праздник. Один вид красных корочек валил на колени любого. Неприкасаемое. Гаврилов был так поглощен воспоминаниями, что едва успел среагировать на подрезавшую его машину тупорылый форт. Красные габариты были у самого бампера, когда он успел вырулить вправо, спугнул маршрутное такси. Сзади кто-то отчаянно засигналил, и Гаврилов до отказа вдавил педаль в пол, стараясь побыстрее уйти от опасного места. Можайское шоссе в этот вечерний час было запружено машинами, хлещущими друг друга по бокам холодной жижи, вылетающей из-под колес. Так, на полной скорости, время от времени ныряя в крайний левый ряд, он пролетел ярко освещенные окна китайского ресторанчика, где обычно стояла машина ГАИ, едва расслышав три милицейского свистка. Послушно принял к обочине и даже вежливо сдал задом, подруливая прямо к насупившемуся гаишнику. Дело было на одну минуту. Он уже достал из нагрудного кармана удостоверение внештатного сотрудника службы, еще раз помянув барскую щедрость подсидерцева. Машинально отметил, что он не единственный, кого тормознули гаишники. Вдоль обочины выстроились еще три машины. Две иномарки и желтый газовский фургон. Водители, переминаясь с ноги на ногу, в меры таланта и опыта разыгрывали сценку. «Да не виноват я, товарищ сержант!» Гаврилов приспустил стекло, но выходить из машины не стал. Знал, что это пришедшая из-за границы мода доводит гаишников до белого коленя, но с таким удостоверением можно ничего не бояться. Гаишник поправил на груди белый ремень и подошел к машине. «Старшина Петренко!» Он небрежно козырнул. Выражение его лица, красного от холодного ветра, ничего хорошего не обещало. Гаврилов отметил, какие невыразительные у него глаза, как две светлые пуговицы. «Документы, пожалуйста!» «Я спешу, старшина!» Гаврилов высунул в окно полураскрытое удостоверение. «А это что у вас там?» Старшина указал жезлом в салон. «Где?» Гаврилов невольно повернул голову. Старшина ткнул жезлом ему в плечо. Гаврилов вздрогнул всем телом, до хруста закинув голову, но крика не получилось. Из горла с кашлями вылетели белые хлопья пены. Гаишник распахнул дверь, переварил Гаврилова на соседнее сиденье и сам сел за руль. Сзади дружно захлопали двери машин. И гаишники и водители занимали свои места. Он пришел в себя от нестерпимого сжения в левой руке. Первое, что увидел, были глаза, напрочь лишенные какого-либо выражения, словно два стальных шарика. Гаврилов рванулся, но тут же застонал от боли. Сиди спокойно, от электрошока еще никто не умирал! спокойно сказал тот, кого Гаврилов запомнил в форме старшины ГАИ. Гаврилов осмотрелся. Неизвестно, как он оказался внутри фургона и намертво прикрученным кожаными ремнями к креслу. В кресле напротив сидел, успевший переодеться в черные джинсы и свитер старшина. В фургоне еще кто-то был, но говорил разглядеть не смог. Мощный фонарь бил прямо в лицо. На банальных беспредельщиков похитители похожи не были. Да и сняли его профессионально. Странно, но удостоверение не произвело на них никакого впечатления. Даже очень странно. Кручек силы в России просто не существовало. «Эй, отмороженные, а вам не кажется, что вы нашли приключение на свою задницу?» Гаврилов пошевелил кистями рук, пытаясь ослабить ремни. «За меня же отвечать придется. Старшина с минуты молча разглядывал Гаврилова, потом резко выбросил руку. Острый, твердый как гвоздь палец впился в мякоть под правой ключицей. Гаврилов изогнулся от боли, кто-то, стоявший за спиной широкой ладонью, закрыл ему рот. Старшина опасной бритвой вспорол рука в гавриловской куртке до самого локтя. Гаврилов вытаращил глаза, пытаясь разглядеть, что будет дальше. Тонко пискнул, когда лезвие, споров в рубашку, холодом царапнуло по коже. Из-за спины свесилась рука со шприцом. Гаврилов, что было сил, уперся ногами в пол, выгнулся дугой. Старшина небрежно ткнул его кулаком в живот. Гаврилов сипно выдохнул и согнулся от боли, насколько позволяли ремни. Прямо перед глазами увидел шприц, уткнувшийся стальным жалом в вену. В стеклянном цилиндрике бурые водоворотики крови смешивались с прозрачной жидкостью. Укол старшина делал профессионально. «С ума сошли, гады!» – прошептал Гаврилов. Рука с рта убрали, но кричать он не рискнул. Старшина передал кому-то в темноту использованный шприц, достал из кармана часы на цепочке, щелкнул крышкой. «У тебя есть две минуты подумать». Голос у него был такой же невыразительный, как и глаза. «Потом начнет действовать препарат и станет больно. Очень больно. Почувствуешь, как от жара плавятся нервы и мышцы отслаиваются от костей. Будешь врать или в молчанку играть, введу еще дозу. Что вам надо, сволочи? Гаврилов уже почувствовал первый удар жара. Показалось, кровь превратилась в кипяток, и сердце теперь гонит по винам обжигающие струи. Все, о подсидерцеве, Самвеле Сигуа, Максимове и Журавлеве. Как автомат произнес старшина, уставивший своими стальными глазами в мокрое от пота лицо Гаврилова. Ад оказался рядом слишком неожиданно. Не было мучительного ожидания, бессонницы, требовательного звонка в дверь. Не было медленно распахивающихся створок ворот. Он еще не умер, еще отчётливо помнил жизнь, но уже необратимо проваливался в бездну. Игиена, огненная, растекаясь по венам, уже жгла изнутри взмокшие от боли и страха тела. Конец. Это не проверка подсидерцева. Это чужие. Долго выжидали, а оборот взяли в самом конце. И жучок они в машину сунули, они, они под подсидерцев. Суки, выверну же наизнанку, на своего добьются. Гаврилов прислушался к себе и вдруг понял, что можно не играть в героя. Ни сил, ни желания сопротивляться не было. Он уже сломался. Его сделали. По ожившим глазам старшины, смотревшим теперь с нескрываемым интересом, понял, что сейчас его собственное лицо мертвеет, как у того скрипача перед воротами Лефортова. Он знал, что по его заострившемуся лицу, уже ставшему безжизненной маской, крупными градинами текут слезы, смешиваясь с лепким потом. Живут свело от спазма, гаврилов машинально сдвинул колени, не удержался, да и не хотел сдерживаться и тонко по бабе завыл. глава 46 Так охотятся старые львы. Неприкасаемые С простыми людьми работать проще. С агентурой из дворников лучше всего встречаться в пивной. Интеллигента технаря сам Бог велел окучивать поближе к библиотеке, собачника на собачьей площадке. Если напряг с конспиративной квартирой, снятой в многоэтажке, можно посидеть в парке на лавочке. Простой человек не обидится. А где тихо и неспешно побеседовать с людьми непростыми, обремененными связями в элитарных кругах и привыкшими к тонкому обхождению, не в кабак же его тащить, тем более, что у него и там, наверное, все знакомые. От бармена до последней шлюхи. Коронные агенты, поставляющие уникальную информацию из высших сфер, требуют, как диковинные оранжерейные цветы, особой атмосферы и микроклимата. На контакте у Подсидерцева были два таких агента. Кое-кто в службе имел и больше. Сам собой возник вопрос, где и с кем работать. От идеи закрытого клуба отказались сразу, денег не напасешься. Как всегда выручил случай. На таможне погорел мало кому известный галерейщик. Ему бы глупому сначала стать купцом первой гильдии, как Третьяков, а потом уже открывать галерею. А он все сделал с точностью наоборот: пришлось крутиться, связываться с Черным налом, лебезить перед крупными клиентами, трястись от страха перед перекачанными братками и все живописи больше всего ценившими портреты американских президентов на соответствующих купюрах играть на самовлюбленности художников. И при этом безбожно их обсчитывать. Не мудрено, что в его багаже бдительная таможня обнаружила 5000 незадекларированных долларов и колье старинной работы. Жить-то как-то надо. Эту историю подсидерцев услышал на выставке, куда его затащила жена, питающая слабость к творческой среде. Украшением выставки было печальное лицо галерейщика Никодимова. Он с достоинством принимал сочувственные рукопожатия, хмурил лоб и тяжело вздыхал. Всклоченная бородка и мировая скорбь в глубоко посаженных глазах делали его похожим на Солженицына во время дудных телепроповедей. Подсидерцев обратил внимание, что Никодимов все ближе и ближе смещается к столику, за которым блудливого вида девица из неистребованного племени подруг художника разливала сухое вино в пластиковые стаканчики. Что последует после того, как сгорбленная фигура Никодимова нарисуется на расстоянии вытянутой руки от столика, Подсидерцев примерно представлял и решил не тратить времени зря. Пока гости сосредоточенно разглядывали голых девиз, шлепающих босыми пятками по паркету в неком подобии вальса, и пытались найти сокровенные знаки в разноцветных разводах краски, заляпавших тела натурщиц. Это действие называлось боди-арт. Хотя, если честно, кроме доступного нескромным взглядом женского боди, присутствующих больше ничего не интересовало. Подсидирцев взял под локоток Никодимова и увел в дальний угол зала, там, под некой абстракцией из мутно зеленых и оранжевых пятен, и состоялась их приватная беседа. Через два дня мечта идиота обрела реальные контуры. Прежде всего, одним звонком в таможенный комитет дело Никодимова из злостной контрабанды было переквалифицировано в нарушение таможенных правил. Штраф заплатил кое-чем обязанный подсидерцевый предприниматель. Он же снял двухкомнатную квартиру в сталинском доме. После косметического ремонта на стенах развесили картины, оптом скупаемой Никодимовым пока никому неизвестных художников. Теперь квартира на последнем этаже высотки получила звучное наименование – «Салон Петра Никодимова». Она же в секретных документах службы фигурировала под кодовым обозначением «Прада» в честь известного музея в Испании. В квартире постоянно находилась дочка одного из сотрудников Подсидерцева, получающая зарплату у Никодимова. В ее обязанности входило регулярно появляться на работе к 10 утра и закрывать дверь в 7 вечера. Категорически запрещалось трепаться по телефону больше получаса и приводить в салон знакомых объева пола. Никодимова же предупредили, что при малейшей попытке подкатить к сотруднице и использовать служебное положение и свободное помещение в интимных целях, его ждет кастрация без наркоза. Но ему было не до того. Никодимов воспрял духом и затрепетал крылышками. Гаврилов, не откладывая в долгий ящик, прихватил с собой вооруженных автоматами охранников, встретился с прежней крышей Никодимова и вежливо объяснил, что в их услугах неизвестный меценат, прикормивший галерейщика, больше не нуждается. Осмелев и даже временно бросив пить, Никодимов развил такую бурную деятельность, что упитанные клиенты косяком пошли в салон, безропотно меняя классическую зелено черную графику производства казначейства США на модерновую живопись русских самородков. Даже предприниматель, добровольно-принудительно повесивший на шею ярмо мецената, повеселил. Усвоивший азы российской предпринимательской культуры, Никодимов регулярно приносил ему пухлый конверт с долларовым процентом от выручки. О том, что салон нашпигован спецтехникой, никто не знал. Солидные дяди, выходящие из лифтов, так примелькались, что вычислить, кто из них пришел по приглашению Никодимова, а кто по вызову Подсидерцева, было невозможно. Чтобы не запутаться, своих служба приводила по нечетным дням. Если требовалось срочно встретиться с агентурой, не страдающие комплексом опера, играющие в сотрудников предпринимателя, посылали Никодимова погулять на свежем воздухе, безбожно ломая ему график встреч с клиентурой. Сегодня подсидирство поступил именно так. Никодимов, узнав, что салон на вечер нужен предпринимателю для привратной беседы с партнерами, только посопел в трубку. Дочка сотрудника, осоловевшая от безделья, радостно пискнула, узнав, что ее отпускают раньше положенного. Исчезла через минуту, оставив за собой шлейф французских духов. Видно, и ей кое-что перепадало от богатеньких дяденек Никодимова. Оставшись один, подсидирцев отключил всю прослушивающую и фотографирующую аппаратуру. Проверил запасной выход. За дверью стоял опер. Его он отослал в машину. Ни электронных, ни живых глаз и ушей в этот вечер быть не должно. Было что-то странное в предстоящей встрече. Днем к нему в кабинет вошел сотрудник управления делами, вежливый пожилой человек, доставшийся новым хозяевам Кремля в наследство от аппарата ЦК. Он никогда ничем не выделялся. В крупных подковерных сражениях, настолько знал подсидирцев, не участвовал. Тихо и добросовестно тянул свой участок работы, как выражались его прежние работодатели. На пенсию он давно же наработал, может поэтому ими решили сыграть. Он передал просьбу о срочной встрече от некого бывшего сотрудника ЦК, желающего проинформировать службу о деле государственной важности. От себя лично, от имени просителя и серьезных людей, готовых подтвердить его письменно или устно. Тихий сотрудник гарантировал полную серьезность просьбы и надежность известного заявителя. Подсидерцев сделал было кислую мину, срочно выстраивая фразу вежливого посыла куда подальше. Времени было в обрез, ко вторнику требовалось подготовить отчет об операции, но, услышав. Вы его могли видеть на Ленинградском шоссе дом 41? Понял. Дело серьезное. Тренированная память тут же выдала справку: В этом доме посаженный под колпак Белов встречался с неустановленными личностями. Такие пересечения никогда не бывают случайными. Его мягко ставили в известность о степени осведомленности, позволяющей не просить, а требовать встречи. Проведив ветерана аппаратной работы до дверей, старик наверняка прямо от него пошлепал в кадры подавать заявление об увольнении. Свое дело сделал можно и на покой. Подсидерцев запросил данные наружного наблюдения. Наружка снимала все входивших и выходивших из дома, пока в нем находился белов. Он быстро нашел нужные фотографии. Двое солидного вида мужчин шли к поджидающему их Вольво. В их фигурах не было затаённой неполноценности и суетливости новых русских. По всему чувствовалась солидность и неспешность, наработанные годами истинной власти. Подсидерцев от души выругался, влепив кулаком по холёным лицам на фотографии. Потом взял себя в руки, вызвал зама и четко, спокойно, как и давно решённом, отдал приказ. «Подготовь Прада для срочной встречи. Явка нужна мне лично. Если кто-то там крутится, гони в шею. Разбросай наружку вокруг дома. Второй бригадой наружки блокируй все подступы к Войковской. Технарям взять эфир на жесткий контроль. При малейшем признаке работы дистанционного слухового контроля перинговать и блокировать силами специальной группы». Хоть всех радиолюбителей с крыш посбрасывайте, мне всю равно. Не дайте записать даже слово из Прада, ясно?» Зам вышел, и подсидерцев набрал номер телефона, оставленный ветераном ЦК. Приемная господина Салина», – раздался приятный женский голос. «Здравствуйте», – говорит подсидерцев из службы безопасности президента. «Минутку соединяю». «Господи, а ведь я даже не прокачал этого Салина по оперативным учетам. вдруг с ужасом подумал подсидерцев. Даже имени отчества не знаю. Совсем голову потерял». Он покосился на фотографии, все еще лежавшей на столе. «Интересно, кто из двоих он?» «Назовите адрес и время», – раздалось в трубке. В голосе за интеллигентной мягкостью сквозила жесткость привыкшего отдавать распоряжение. «Космонавтка Волкова, 3, квартира 117, салон Никодимова, через два часа». «Хорошо, буду». И гудки боя. Подсидирцев внес под нос кофейным сервизом. Девчонка перед уходом из салона, как учили, успела сварить кофе. Гость прибыл вовремя, минута в минуту. Окинув взглядом посетителя, удобно расположившегося в кресле, подсидирцев сразу понял, с кем предстоит иметь дело. Наследственный портократ. Сейчас, как и на фотографиях, глаза гостя были спрятаны за дымчатыми стеклами. Очки были по старой цековской моде монументальные, в тяжелой роговой оправе. «Слушаю вас», он поставил поднос на стол, сел, заглянул в лежащую на столу визитку. «Салин Виктор Николаевич», – подсказал человек, сняв очки. «Ныне представляя фонд «Новая политика».» Он чуть улыбнулся. «Кстати, до сих пор так и не понял, что в политике может быть нового». «Действительно», – усмехнулся в свою очередь подсидерцев, успев сквозь глянуть на настольные часы. «Ампир производства подмосковного кооператива – один из шедевров Никодимова». «Да, не будем тратить время», Сталин успел перехватить его взгляд. Рекомендатели были у меня надежные, иначе я бы к вам не пришел, а вы бы меня не приняли. О моей прошлой работе информированы. Комитет партийного контроля. Последняя должность оперативно ответственный по особо важным делам. Подсидерцев выложил на стол кулаки: Надеюсь, не на работу пришли проситься. Упаси Боже! наигранно ужаснулся Салин. С компродурской то властью, как изволят выражаться Зюганов и компания. Меня же ампиловские бабки подловят в темном углу и побьют. Он загнал с лица улыбку. Компроматом интересуетесь? Этого добра у меня во. Подсидирцев взмахнул ладони над головой. Зря. Компры много никогда не бывает. Салин положил на стол папку, накрыл ее полной холёной ладонью. Вот здесь материал на одного человека. Маленького, но жадного. Если помните скандал с Сантом, была такая аферка в 90-м году, что это было? Активный зандаш, тонкая провокация тогдашнего правительства, хамство почувствовавших свободу воришек, сейчас уже не важно. Дело старое, быльем поросло. Пока не понял, в чем суть. Подсидерцев нахмурился. Он точно знал, что уж к пресловутому Анту, первым в перестроечном бардаке, наладившему оптовую торговлю бесхозными танками, он никакого отношения не имел и по тогдашнему рангу иметь не мог. Неумелая работа комитетских коммерсантов выжила скупую большевистскую слезу у тогдашнего премьера Рыжкова и вышибла из высоких сауминовских кресел пяток полковников КГБ. По сравнению с основными фигурантами разразившегося скандала, Подсидерцев, руководивший тогда отделом в аналитическом центре, был попросту никем. Все просто. Расследуя это дело, мы зацепили их охран. Помните попытка продавать неограненные алмазики? Вот-вот, Вроде бы хищение или глупость, но под удар поставили двор с фирмой Дебрис. Ни одно правительство, будь то коммунисты или монархисты, не может себе позволить ссориться с людьми, контролирующими мировой рынок алмазов. За такое можно нарваться на неприятности в международном масштабе. Салин выждал, считав реакцию собеседника, удовлетворенно кивнул и продолжил. Пока стоял шум, некто, краешком повязанный в этом деле, получил в руки два мешочка с алмазами и небольшую шкатулку с побрякушками, Перед самым арестом этот некто Васильев успел спрятать присвоенное добро своей любовнице. Бедняга умер в тюрьме и так и не узнал, что у него был помощник по интимной части. Когда припекло, барышня быстренько сплавила камушки второму любовнику. Он, пользуясь служебным положением, вывез камушки в Швейцарию, где они, будем надеяться, и лежат до сих пор. Странно, но любовница, не дождавшись ареста, почему-то выпала из окна. Супостата мы вычислили, но с большим опозданием. Маленькими людьми, как понимаете, не занимались и не занимаемся. А когда доселе незаметный человек вдруг пошел в рост, с дуру уже и не такое бывает. Он сразу же попал в поле нашего зрения. И кто он? Не утерпел подсидирцев. Фамилия у него невыразительная. Плебейская, прямо скажу. Гаврилов. Сталин протёр очки уголком галстука и одрузил их на нос. Ныне директор сыскного агентства слова и дело». Сразу же оговорюсь, что мы не успели к нему подойти вплотную, Беднягу окрутил некто Самвел Сигуа, вор в законе. Уточню, друг Гоги Асташвили. Ясно. Что еще есть? Выкладывайте. Подсидирцев побычный наклонил голову. Давайте сразу поставим все точки над «и». Салин погладил черную кожаную папку. Здесь убийственный компромат. На вас в том числе. И дело не в контакте с мелким воришкой Гавриловым. По сути дела, вас поймел, упростите за резкость, плохо образованный уголовник Сигуа. Под угрозой операция государственного масштаба. Давайте смотреть с этой позиции, если вы не против. Именно, с государственной. То есть ничего личного и идеологического. Запись ведете? Быстро спросил подсидерцев. А вы? Поревел Салин. Нет. И я нет. Есть шанс договориться, как считаете? Смотря о чем. О деньгах, о чем же еще. остальное детали. Давно знаете об операции? С самого начала. Засветились вы на интересе к Крутову. А Гаврилове, как я уже говорил, мы знали раньше. Можно было сразу щелкнуть вас по носу, но решили подождать. Оказалось, не зря. Выигрывает умеющие ждать, или вы не согласны? Вы всегда загребаете жар чужими руками, усмехнулся подсидирцев. Спрашивать, откуда такая информированность о секретных делах службы, было просто глупо. Проиграл так проиграл. Обычно нет отбоя от желающих таскать для нас каштаны из огня, в ему ответил Салин. А вы мне нравитесь, прекрасно просчитали ситуацию и не играете. Правильно, Борис Михайлович, у вас нет ни времени, ни единого шанса. Придется договариваться. Условия. Для начала уточним, откуда идут деньги для режима горца. Салин задал вопрос тоном зануды экзаменатора, уставшего от невнятной колесицы нерадивых студентов. Отовсюду понемногу. Подсидерцев пожал плечами. Часть через банальный рэкет собирает диаспора. Кое-что вложил криминальный мир, Большую часть просто откачивают из финансовой системы страны через банки, под контрольной чеченской группировки. Приторговывать нефтью и оружием. Создается впечатление, что я разговариваю не с высшим офицером СБП, два года сидевшим на этой проблеме, а с журналистом-недоучкой из московского комсомольца. Не скрывая раздражения, оборвал его Сален. «Вам разве не известно, что через три крупнейших банка в Чечню перекачали деньги боливийского наркокартеля? Вы разве не вычислили Асташвили как ключевое звено в сети отмыва этих денег здесь, в Москве? Работа еще не закончена. Нет, Ватсидирцев, ваша уже закончена. Дальше будет действовать наша организация. Меня не интересуют воровские общаки, рикетирские и контрабандные копейки. Весь этот грязный ворох можете оставить себе. Организации нужен миллиард с небольшим, вложенный в чеченский проект боливийскими наркобаронами. «А за ними, да будет вам известно, стоит черный орден СС, после падения рейха, вложивший капиталы в наркобизнес». «Вот откуда идут деньги. Надеюсь, хоть теперь вы представляете, с кем решили помериться силами?» Салин понизил голос. «Итак, мы предоставляем канал для откачки денег горца. Номера счетов я вам дам. Прокрутим по счетам подконтрольных нам фирм так, что потом следов не найдешь. Себе оставляем две трети, остальное тратьте как хотите». Будет чем отчитаться перед шефом. Не беспокойтесь, баланс ведем правильно, никто не узнает, что вы принесли в клюве денег меньше, чем их было на самом деле. И не надо смотреть на меня волком. Салин улыбнулся одними губами. Третья часть лучше, чем ничего, разве нет? А если я не согласен? Ваше право. Салин пожал плечами. Сейчас же демократия, каждый волен сходить с ума так, как ему хочется. Но вот незадача. Салин скорбно вздохнул. Мы только что взяли Гаврилова. Носился по городу, как угорел, и еле поспевали. А после его визита на известную вам дачу прищучили стервеца. Гаврилова вы уже не хуже меня знаете. И в то, что он уже раскололся, надеюсь, поверите без доказательств. Блефуйте, Виктор Николаевич. Подсидирцев отвалился назад и скрестил руки на груди. Понимаю, понимаю. Сарин похлопал себя по карманам. Вы же по воспитанию материалист, верите только в осязаемое. Вот, пощупайте. Он наконец нашел, что искал. Небрежно бросил на стол красную книжечку удостоверения. Подсидирцев потянулся и раскрыл. С фотографии на него смотрело напряженно застывшее лицо Гаврилова. Удостоверение внештатного сотрудника службы, допустим, подлинное. Допустим, Гаврилов его не терял. Что из этого следует? Уже забыли, что презумпция невинности на служебное расследование не распространяется? с нескрываемой иронией произнес Салин. Это вам придется доказывать, что вы не верблюд и не только своему шефу. Не понял, это намек или угроза. Понимайте как хотите. Салин налил себе кофе, сделал маленький глоток, покачал головой и оставил чашку. От Гаврилова вам так просто не отмазаться. Мне кажется, что сейчас он уже говорит под видеокамеру все, что знает. Само собой, не применет упомянуть и о снайпере о каком еще снайпере? О том, что скоро выстрелил в Сташвили, поставив точку в этой обреченной на неудачу операции. Ведь Гуга самой сути операции обречен. Я прав? Никакого снайпера я не подключал, задохнулся от возмущения подсидирцев. Да? Салин чуть дрогнул губами, обозначив улыбку. Возможно, это инициатива Гаврилова, или сам Вэласигуа, или ваша, вставил подсидирцев, уже успевший взять себя в руки. Возможно, моя, с готовностью кивнул Салин. Но Гаврилов скажет то, что ему велят. А мне хочется, чтобы снайпера наняли именно вы. Слишком уж логично получается. В такое легко поверят. Смерть Гуги Асташвили вызовет резонанс в определенных кругах. Версия о руке спецслужб возникнет первой. А люди имеют склонность верить то, во что они хотят верить. Зачем же их разочаровывать? Теперь он уже не таясь, уже улыбнулся. Чего вы добиваетесь? Только не служебного расследования и вашего увольнения с волчьим билетом. Упаси боже. В бюрократические игры давно не играю. Сейчас время дикое, требует новых подходов. Салин согнал с губ улыбку. Кассету с исповедью Гаврилова мы передадим скорбящим друзьям Асташвили. Что будет с вами и вашей семьей, объяснять, надеюсь, не надо. Подсидирцев вцепился в подлокотники кресла так, что побелили ногти. Боль была дикой, казалось, в подушечке пальцев вогнали раскаленные иголки. Она, хлынувшая через руки в голову, застучавшая острыми молоточками в висках, помогла сдержаться, вытеснила успевшую закипеть красным водоворотом ярость. Еще мгновение, и он бы бросился на этого вежливого, обходительного человека, умеющего так тонко пытать словами. Салин, внимательно следивший за его реакцией, кивнул и облегченно вздохнул. Очень хорошо. Физически вы намного сильнее меня. Но какой от этого сейчас прок? Вас переиграли на интеллектуальном уровне. Давайте на нем же и искать выход. Мне говорили, что вы неплохой аналитик. «Что же я вам так насолил?» Он с трудом разжал пальцы, потер горящие до боли виски. «Вы, как все нынешние кремлевские хозяйчики, не ведаете, что творите. Вы, простите, подготовишки от политики. Сознаю, что поступаю жестоко, но тут уже не до сантиментов. В своей бестолковой операции вы разбудили силы, о существовании которых даже не подозреваете. По собственной глупости вы вторглись в сферы, причастность к которым не имеете. Хуже, даже не можете иметь и за вторжение придется платить по полному счету. Я часть той силы, что вечно жаждет зла и вечно совершает благо. Через силу усмехнулся подсидерцев. Так у Гёте. Вот вы уже и превращаетесь в мистика. Если я скажу, что не вам решать, как поступить с деньгами, в нарушение всех договоренностей, проникших на территорию, за которую мы до сих пор несем ответственность перед определенными кругами, вы потребуете доказательств или поверите на слово? А вы можете их предоставить? Салин снял очки, долго тщательно протирал стекла, потом посмотрел в глаза подсидирцева и с расстановкой произнес. «Тайны существуют только для чужих». «Это предложение?» «Нет, Борис Михайлович, это ультиматум. Или работайте на меня, или лучше застрелитесь после моего ухода». Неприкасаемые Уютно заурчал мотор Вольва. Вспыхнувшие фары отогнали в темноту призрачные фигуры. «Наши?» Салин кивнул на выхваченного снопом света одиноко стоящего у дерева мужчину. И наши, и подсидерцева! усмехнулся Решетников. Как он? Все нормально! Салин устало откинул голову на уютный подголовник кресла. Машина вырвала из двора и, мягко затормозив, замерла у выезда на проспект. Домой? Нет. Поехали куда-нибудь поужинаем, где можно спокойно посидеть. Знаешь такое место? А то, такой обжора, как я, и чтобы не знал, он похлопал себя по тугому животу, перевалившемуся через ремень. Салин отвернулся к окну. За подсиненными стеклами плескались огни ночного города. Решетников молчал, давая ему прийти в себя. «За этот час что-то новое было?» Наконец очнулся от своих мыслей Салин. «Ребята передали, Гаврилов раскололся до соплей. Сейчас дали ему отдохнуть, потом опять начнут». Подсидирцева надежно сломал. Не удержался Решетников. «Таких до конца ломать нельзя, слишком самолюбив». Пулю пусти себе в голову, не задумываясь. Салин снял очки и стал разминать переносицу. «Не о том я сейчас думал, Павел Степанович. Сядь поближе». Он похлопал по мягкой коже сиденья. Решетников придвинулся. «Подсидирство сгубило узость мышления. Так бывает со всеми случайно дорвавшимися до власти. Мир для них прост и предсказуем, а главное – полностью подчиненных воле. Они чувствуют себя великанами среди безропотных пигмеев». «О чем ты?» «А нас, Степанович, не впали ли мы с тобой в ту же ересь и могущество?» «Уж кто-кто, а мы с тобой знаем, что любая сила имеет свой антипод. Я сейчас поймал себя на мысли, что до сих пор мы действовали без оглядки на наших вечных противников. А это чревато, сам понимаешь. Понял, кого я имею в виду?» «Орден!» – одними губами прошептал Решетников, невольно отстранившись от Салина. «Пока едем, давай помолчим и прокачаем всю информацию. Где-то они должны были засветиться». Не верю, что они могли прозевать поступление этих денег в страну. Салин удобнее устроился на сиденье и закрыл глаза. Помолчим, Степанович, и подумаем. А за ужином поговорим. Как только мы с тобой умеем. Неспешно, а одними намеками, непонятными для посторонних ушей. Срочно. Товарищу Салину, В.Н. Бригада наружного наблюдения зафиксирован контакт от Соль с объектом Принц, имевший место в холле метро «Белорусская кольцевая». После пятиминутного разговора объекты наблюдения вышли из метро и сели в автомобиль «Москвич» МОУ-5032, принадлежащий принцу. Примечание. Объект «Принц» Рожухин Д.А. Кадровый сотрудник ФСБ РФ, подчиненный объекту «Белый». Глава 47. Не ходите, дети, в Африку гулять. Случайности исключены. Дмитрий Рожухин осмотрел холл казино и поморщился. Роскошь обстановки была состряпана на скорую руку в расчете на шалах от нежно свалившихся больших денег. Возможно, где-нибудь и успели открыть заведение, где тишили самолюбие те, кто уже хотел солидности, но казино Азазелла к таковым не относилось. Если бы не просьба Насти, подкрепленная по-женски убийственным аргументам, не идти же мне в такое место без сопровождающего, нагиба бы его здесь не было. Вот если по служебной необходимости и желательно с захватом, это с удовольствием», – подумал он и улыбнулся. Страх после первого в жизни захвата давно выветрился. Осталась только гордость за выигранный бой и непередаваемое чувство мужского братства тех, кто в этом бою уцелел. Настя подхватила его под локоть и потянула к лестнице. «Катран, он и есть Катран», – шепнула ей на ухо Дмитрий. Настя наморщила носик и водзила ноготок ему в ладонь. «Глупый, Катран – это подпольный и горный дом. Это я от папочки знаю. Я не про эту забегаловку спрашиваю. Как я выгляжу? На 5 баллов. А тоньше комплимента не придумал? Тогда, как принцесса в портовом кабаке. Уже лучше, рассмеялась Настя. Настя повела его по плохо освещенному коридору. Это этаж для второсортной публики. Выше гуляют авторитеты и прочие приличные люди. А ты откуда знаешь? Глупый. Лёшка здесь шарик уже второй месяц мечет. Он мне все местные новости и не сдаёт. Кстати, казино принадлежит Гоге Асташвили. Слышал о таком? То-то. Она остановилась, поправила юбку. Так, ты у меня, увы, не граф Монте-Кристо. В зал тебя тащить без толку. Иди в бар, закажи что-нибудь и жди меня. Может, лучше вдвоем? Дмитрий проводил взглядом двух заросших до синевы кавказцев, поднимающихся по лестнице. Димка. Она пристала на носки и быстро поцеловала его в щеку. «Расслабься. Я же ничего такого не просила, просто сопроводить до казино. А ты похож на Джеймса Бонда на боевом задании». Дмитрий отметил, что сегодня глаза Насти горят каким-то странным лихорадочным огнем. Покачал головой, но промолчал. Как-то само собой забылось, что Белов приставил его к Насте для охраны. С первой же ночи все пошло, как у нормальных влюбленных. В полупустом баре три ожесточенно жестикулирующих китайца пытались перекричать музыку, вырывающуюся из динамиков. Дети поднебесные время от времени прихлебывали пиво из высоких бокалов, что не мешало им азартно спорить дальше. Дмитрий заказал себе два коктейля и, забравшись на высокий табурет, принялся разглядывать батарею бутылок с яркими этикетками. На другом конце стойки весело напивалась компания молодых бизнесменов. Девицы, болтая ногами, успевали смеяться, сосать коктейль через трубочки и строить глазки всем подряд. Их было двое, а молодых аркфеллеров пятеро. Дмитрий скользнул взглядом по длинным ногам, обтянутым искристыми колготками, и отвернулся. «Вот и я». Настя забралась на соседний табурет. «Спасибо». Она сделала глоток из бокала. Наклонилась к Дмитрию, положив ему руку на плечо. «Димчик, а я тебя не разоряю?» – прошептала она чуть слышно. «Не дуйся, скажи». «Пока нет». «Эх», – вздохнула Настя, – «как бы сделать так, чтобы и деньги были, и совестно за это не было?» Ой, только не говори, что надо работать. Кто сейчас работает, тому зарплату не платят. Дмитрий посмотрел на отражение в зеркале позади бутылок. Судя по лицам сидящих в баре, на шахтеров и нищих бюджетников не тянули. Знаешь, Настя, что я сейчас подумал? Что-то нехорошее по глазам видно. Почти. Я читал, что за всю историю золотой лихорадки на Клондайке реально разбогатило всего 200 старателей. 200 из десятков тысяч. Мораль. Все деньги достались тем, кто держал кабаки и сбывал старателям всякую дребедень. «Это ты о а казино?» – хитро прищурилась Настя. «Угадала. Кто-то рэкетом занимается, кто-то квартиры чистит, наркотой приторговывает. И все несут доход сюда, потому что живут одним днем, Отходки в зону и обратно. А умный дядя заменяет деньги на фишки, крутит рулетку и загребает все в карман. Надежно и никакого риска». «Ты только Лёшке это не ляпни», он дурак считает, что здесь и есть настоящая жизнь. Вон он, кстати. Лёша оказался высоким парнем в форменных чёрных брюках и белой рубашке. Он подошёл к стойке и протянул руку Дмитрию. «Алексей, а вы, Дмитрий, мне о вас Настя рассказывала». «Очень приятно». Дмитрий пожал ладонь, обрати внимание, что для его лет она слабовата. Пора бы стать по-мужски жёсткой. Выпьешь с нами? «Спиртное нельзя, я на работе», – Алексей кивнул бармену. Тот протер тряпкой стойку, поставил на нее стакан, до половины налил апельсиновый сок и отошел в дальний угол. «Привилегия сотрудников», – прокомментировал Лёша. Я еще на халяву не заработал», – поддела его Настя. «Ладно, это я так». «Настя говорила, что ты на агентство Рейтер работаешь». Люша отхлебнул сок и выжидательно посмотрел на Дмитрия. Тому ничего не оставалось, как кивнуть. Легенда, придуманная для него Настей, была полной неожиданностью. Не знаю, что она он тебе наплела, но я считаю, что дело гиблое. Какой-то старый хрен, Лёша презрительно скривил губы, то в ватнике, то в кофте бабьи по разгуливает. Ты фотографии напечатал? Оборвал его Настя. Из-за них чуть на работу не опоздал. С собой, я надеюсь. Не здесь же, Лёша похлопал себя по брюкам. Я и забыла, что у тебя штанишки без кармашков, хихикнула Настя. Это чтобы фишки хозяйские не тырил, да? Лёша кисло улыбнулся, поставил стакан на стойку. Мне пора в зал. Через 10-15 минут меня сменят. Подходите к служебному входу, передам пакет». «Да, чуть не забыл», – он облизнул губы. «Фотографии денег стоят». «Ты что, Лёшка, сока перепил?» – задохнулась от возмущения Настя. «Не с тобой говорят, по старой дружбе», – он специально выделил фразу интонации, – «мог бы и бесплатно, но если в деле рейтор, то пусть платит». «Сколько?» – решил вступить в разговор Дмитрий, освобождая локоть от в него острых пальцев Насти. 100 баксов за кадр. Крыша поехала, охнула Настя. Договорились, я отберу лучшие кадры, за них и заплачу. Дмитрий взял стакан, потянул через соломинку горький коктейль. Сам не знаю зачем, решил играть роль до конца. Решил, что если эти снимки так важны для Насти, он, само собой разумеется, обязан их добыть. Негативы получите в обмен на деньги. Люша протянул ладонь. Приятно было познакомиться. Взаимно. Настя повернулась к Лёше спиной, сделала вид, что занята изучением содержимого бокала. Оглянулась через плечо, убедилась, что Лёша ушел и тихо, но отчётливо сказала. «Козёл!» «За что ты его вот так?» Дмитрий придвинулся ближе. «Просто мальчик вырос, но не повзрослел». «Он оператор от Бога, Дим. Ему бы...» «Эх!» – Настя покачала головой. «Там, на острове, но где мы в первый раз Кротова снимали, мой бывший муж нагадал, что Лёшка меня предаст». Но то, что он еще и продавать начнет, до этого даже Валерка со всей своей психиатрии не додумался. Настя смахнула челку со лба, пристально посмотрела на Дмитрия: Да, на деньги ты все-таки попал. Не все решают деньги. Дмитрий был уверен, что когда Люша сунут под нос красной корочки удостоверения, негативы отдаст бесплатно и с превеликой радостью. Он посмотрел на отражение в зеркале. Прямо у них за спиной стоял парень в горчичного цвета пиджаки в лицо вытянувшееся и бессмысленное, как у лунатика. Остекленевший взгляд был уставлен в спину Насти. «Настя, у тебя здесь нет знакомых?» «Кроме Лёшки, никого», – ответила Настя, думая о своем. «Тогда что ему от тебя надо? Только не оглядывайся. Медленно подними голову и посмотри в зеркало». Настя посмотрела на отражение и хмыкнула. Парень, встретившись с ней взглядом, отвернулся и исчез. «Дим, только без резких движений», – прошептала Настя. «Отклонись и посмотри мне за спину!» Дмитрий послушно выполнил и недоуменно посмотрел на Настю. «Да не на пол, глупый! Делай еще раз! Отклонись и веди взглядом от плеча по спине! Медленнее и все ниже!» «Да...» Дмитрий рывком вернулся в исходное положение. Вид Насти, сидящей на высоком табурете, действительно мог свести с ума. «Вот и все, что этому лоху было нужно!» Прошептала Настя, положив ладонь на плечо Дмитрия. В ее глазах играли веселые бесенята. Цель оправдывает средства. Давид поднялся по витой лестнице, ведущей в вип-зону казино. Охранник за стойкой его узнал, пришлось подмигнуть и улыбнуться. Тот еще не знал, что дорога в зону для особо важных персон для Давида заказана навсегда. После неудачного налета на Журавлева жизнь Давида скатилась вниз, словно по такой же витой лестнице. Слава богу, что не свернули шею. Гога Асташвили разом охладил к проштрафившемуся Давиду и, само собой, разумеется, запретил появляться в офисе без особой нужды. А такой в последнее время не было. Давид вздохнул и повернул назад в общий зал. Деньги и кое-какой авторитет еще сохранились, но пути наверх, туда, в зону небожителей, уже не было. Надо было начинать все с нуля или, используя малейший шанс, вернуть былое доверие. Он знал, что Гога в решениях крут и скор, но отходчив. Зла на искупившего вину таить не будет, потому что глупо и неперспективно. Возвращаться за столик с друзьями не хотелось. Они еще не знали, что весь авторитет Давида сошел на нет. Но очень скоро узнают. Слухи в преступной среде, как во всяком ограниченном мирке, распространяются быстро. Половина, сделав кислые ружи сразу же отойдет. Останутся лишь те, кто зависим и кому Давид в еще нужен и полезен. Он щелкнул пальцами, остановив девчонку, разносящую по залу сигареты. Та с готовностью улыбнулась и подставила ему под нос. Он, не глядя выбрал черную пачку с золотым вензелем и отвернулся. Внимание шестерок он потеряет в последнюю очередь: такие будут вица, пока в кармане есть деньги. Давид раскурил сигарету и встретился взглядом с долговязым парнем в горчичного цвета пиджаке, Наметным взглядом определил, что костюм куплен на рынке, грош цена одна претензия на крутизну. Лицо показалось знакомым. Вообще-то здесь все были более-менее знакомы. Парень был из своих, со статьёй. Сразу же бросились в глаза потерянный вид и блуждающий взгляд. «Ясно, проигрался вдрызг», – сделал его Давид. Такое приходилось наблюдать практически каждый вечер. До попыток повеситься на подтяжках в туалете дело пока не доходило, но многих приходилось под белые рученьки выводить на улицу, и хватные ноги отказывались идти. Странно, но через день-другой проигравший опять стоял за рулеткой с лихорадочно-блестящими глазами, Парень нерешительно, как-то боком подошел к Давиду. Что надо? Выдохнул вместе с дымом Давид. Еще неделю назад эта шваль в дешевом пиджаке даже не посмел бы подумать приблизиться к нему. Давид, дело есть. А кто ты такой, чтобы лезть ко мне с делами? Надавил голосом Давид. Жига меня кричит. Учеником была указана. Взгляд парня стал осмысленным. Он просто впился им в Давида. Дальше что? Теперь он вспомнил Долговязова. Верные люди говорили, что работает на бригаду Долгопруднинских. Пару раз для них ломал замки. О Казани Давид слышал. Авторитетный медвежатник был. «Ты тут в авторитете, Давид. Вроде как в охране у Гоги. Тебе интересно будет». О последних новостях Жига не знал, и Давид как мог солидно пыхнул сигареткой. «Колись, Жига. По делу или базар травишь?» «По делу, по делу». Жига встал в почти плотную и быстро зашептал. Девка тут у вас крутится, я ее знаю. Дочка стольника, был такой важняк в прокуратуре Союза. Они вдвоем к казану приходили. Кололи его, фотку показывали. Нужен им был какой-то крот. Я потом у ребят поспрашивал. Выходит, крот крутой был из деловых, только шлепнули его, а фотка новая была, казан сам удивился. Вот. А сейчас она с крупье вашим перетирала, тоже насчет фоток. И упер с ней, зуб даю. Опер! Такие дела. Давид отстранился. От Жиги шел нестерпимый концентрированный запах одеколона. Наверное, перед походом в приличное место облился с ног до головы. «Откуда знаешь?» «Так я же в подсобке сидел, пока Казан с ним травил. Дело вид, что сплю. Казан еще меня за ним следить послал». Давид схватил Жигу за пуговицу и протянул к себе. «Тут ты такой плесень, чтобы на Казана лапку задирать, а? За такие слова на законного вора тебя на куски порежут». «Так скурился он, зуб даю!» – вздохнулся Жига. «Сдал он им крота, сам слышал. А девка здесь круги нарезает с опером своим». Давид на секунду задумался. О Кротове он слышал от Самвела Сигуа. Тот как-то обмолвился, что не будет у Гуги хуже врага, чем оживший Крот. Он достал бумажник, вытащил две сотенные бумажки, сунул доллары в нагрудный карман горчичного пиджака. «Сиди в зале, не вздумай слинять. Он посмотрел в лицо Жиги, теперь глаза у того стали преданными, как у прикормленного пса. Пойдем, покажешь девку. Начальник секьюрити казино об опале Давида тоже не знал. Стоило ему сказать в зале чужие сразу же смекнул, что дело касается Гуги асташвили час назад поднимавшегося в вип-зону с двумя болевицами. Казино через подставных лиц принадлежало Гоге, и не было здесь персоны важнее, чем он. Любая угроза безопасности прежде всего рассматривалась как угроза непосредственно ему, хозяину, его авторитету, здоровью и жизни. Телекамеры, контролирующие зал, навели на того, кого Жирга окрестил опером. Девчонки рядом с ним уже не было. «Что скажешь?» – спросил Давид, кивнув на монитор. «Чёрт его знает!» – пожал плечами начальник секьюрити. «По виду, конечно, мент, но морда незнакомая». Он переключил один монитор на служебное помещение. На экране по длинному коридору шел крупье, похлопывая себя по бедру большим конвертом. А вот и мальчик, к черному ходу идет. Остановить? Не надо. Давид раздавил сигарету в пепельнице: Дай ключи от подвала, я с ним там поговорю. Начальник встал. Ростом и мощной фигурой не уступал Давиду: Нет, Давид, не обижайся, но за порядок здесь отвечаю я. Заметив, как напряглось лицо Давида, усмехнулся и легко ткнул его в плечо тяжелым кулаком. Вдвоем поговорим. Мне же тоже интересно, что этот Рахиды из казино передает. Крупье оказался поразительно легким. Давид не рассчитал сил, и первый пролет в подвал тот пролетел по воздуху. Полегче, он еще говорить должен, усмехнулся начальник секьюрити, пропуская Давида вперед и закрывая за собой дверь. Крупье пытался встать. Давид ударом ноги прокинул его на бетонный пол. «Алёша хорошев. Начальник подцепил крупье за шею ручкой резиновой дубинки, заставил поднять голову. «Мальчик, ты у нас хороший. Что ты сейчас вынес из казино?» «Это личные вещи», – пролепетал разбитыми губами Лёша. «А разве я тебя не предупреждал, что здесь нет личных вещей?» «Все вещи в казино хозяйские. Повторить вопрос?» Давид не стал дожидаться, пока взвизнувшая дубинка опустится на острые лопатки крупье и пнул под ребра. «Да прыгался, жопник!» Он схватил задохнувшегося от двойного удара Лёшу за волосы и притянул к себе. «Колись, падла!» «Фотографии!» – прошептал Лёша. «Вчера снимал». «Где? Кого?» Давид замахнулся, но, услышав, как зацокал языком начальник, опустил руку. «Настя просила, какой-то Кротов, мы его на острове в Завозке снимали, а теперь она его на даче под Москвой нашла». Начальник присел рядом, развернул Лёшу к себе. «Контрольные снимки остались?» да с готовностью затряс головы люша дома в лаборатории и бракованные там в ведре вот и хорошо начальник посмотрел на давида и нет проблем шкафчик у него третий от входа ключи от квартиры возьми пошли людей живет недалеко за десять минут управимся я сам привезу прошептал люша пытаясь сесть а она с тобой еще кое о чем потолковать надо сказал ему начальник мне же надо знать кто из шестерок чем занимается в рации запищал тональный сигнал. Начальник встал, сунул в ухо цилиндрик наушников. Девка с опером сели в машину. «Не страшно, мои следом поедут». Давид тоже встал, заломил пальцы, хрустнул суставами. «Проще надо работать», – укоризненно произнес начальник, ткнул дубинкой сидевшего у их ног Лёшу. «Адрес девки, как зовут?» «Зачем вам?» Лёша поднял голову и тут же сложился пополам от удара дубинкой поперек живота. Его перевернули на спину. Лицо крупье сделалось бледным без единой кровинки. «Настя, планетная улица, дом 11!» – прошептал он разбитыми губами. Давид удовлетворенно хмыкнул, легко ткнув плечо начальника секьюрити. «Ты не особо горячись», – сказал он, указав глазами на Лёшу, размазывающую кровь по лицу. «На мою долю оставь. Пошлю людей к нему на хату и вернусь». Он подумал немного, а потом на отмаш крупье по лицу. Тот рухнул на спину. По белой рубашке расплылось красное пятно. Слышь, жопник, я не прощаюсь. Через 15 минут Давид поднялся по лестнице в вип-зону. Едва кивнул, прошел мимо охранника. Осмотрел зал. Гуги не было. Когда Гуга был в зале, не заметить этого было невозможно. Решительной походкой пошел по коридорчику, ведущему к отдельным кабинетам. По глазам охранника, не от казино, а из личных телохранителей Гуги, понял, что этот уже знает об опале. Дорогу ему преградили не сказать, что нагло, но настойчиво. Давид даже не попытался настаивать. Не стоило ронять авторитета ненужным скандалом. «Позови Гогу, дело срочное». «У него гости». Охранник смотрел прямо в лицо Давиду. В глазах было такое превосходство перед отверженным, что Давид невольно сжал челюсти. Он оторвал клочок от конверта, в котором привезли фотографии, черкнул одно слово. «Кротов». «У Гоги проблемы, передай ему». Давид посмотрел в глаза охраннику и добавил – если не хочешь вылететь с работы. Тот усмехнулся, взял бумажку и повертел в толстых пальцах. Отвечаешь? спросил он. Если передашь, я отвечу. Охранник повернулся и, косолапя, как все бывшие борцы, пошел по коридору. Давид поправил галстуки по хозяйски медленно обвел взглядом зал. Все шло как надо. Через минуту другую он опять будет в фаворе. Единственная досадная мелочь Крупье, получив удар по голове, потерял сознание и никак не хотел приходить в себя. Давида мало беспокоило. «Не Крупье, так девчонка. Какая к черту разница, кто сдаст адрес крота? Главное – ухватить ниточку». А она, связывающая Кротова и Гогу, сейчас была в его, Давида, руках. И упускать ее, не получив причитающийся, он не собирался. Глава 48. Маленькие проблемы больших людей. Цель оправдывает средства. Гуга остошвили вытер полные губы, недовольно смял салфетку и лишь после этого повернулся к склонившемуся над его плечом митродотелю. Что еще за проблемы? Он покрутил в пальцах переданную митродотелем бумажку, покосился на Равануза, вяло ковыряющегося в тарелке. После приступа Равануза еще не отошел, под глазами залегли бордовые круги. Господа! Гуга налил себе немного вина, поднял бокал. Не мне вам рассказывать, что такое проблемы. Они есть у всех. У кого больше, у кого меньше. Но они есть. Так вот, хочу, чтобы у нас с вами было столько проблем, сколько останется вина в этом бокале. Он дождался, пока переводчик прошепчет на ухо к Карлосу, а тут одобрительно закивает, демонстрируя идеальный пробор четкой линии, разделяющей пряди из сине-черных волос, и медленно до капли выпил. Ха, он опрокинул бокал и шлепнул им, вытряхнув на ладонь красную капельку. А одна осталась. Он легко встал, метродотель успел отодвинуть стул. «Пойду решу эту маленькую проблемку. Не скучайте». Он шлепнул по плечу Равануза. «Развлекай гостей». Боливицы прилетели рано утром. Гуга счел за благо лично заняться гостями. На одного Равануза полагаться было нельзя. У него и без того в глазах вечно стояла скорбь всего еврейского народа, а когда выяснилось, что фуры с наркотой к приезду гостей найти не удается, на бледном лице Равануза застыло покорное ожидание судного дня. Самвел Сигуа рыл на 3 метра под землю, поставил на ноги всех своих людей, попросил протянуть хотя бы еще один день. Если не сам товар, то хоть бы следы его Самвел найдет, Гога был уверен. Гналась из головы мысль, что против него сыграл кто-то более сильный. В это он просто отказывался верить. Убеждал себя и других, что решиться на такое могли только в конец отмороженные беспредельщики. Весь день он играл по кавказке радушного хозяина и изо всех сил старался не подать виду, что на душе скребут кошки. Знал, если за сутки груз не будет найден, разборы предстоят страшные. Он плотно закрыл дверь отдельного кабинета. Коридор, подсвеченный неярким светом бара, был пуст. Только на углу мелькнула фигура охранника: Позови Давида! Асташвили махнул рукой. Охранник кивнул и исчез. Гуга смотрел на медленно приближающегося Давида, ощущая, как внутри растет напряжение. Так бывало всякий раз перед выходом на ковер. Тогда было проще. Один на один, сам за себя. Оставшийся в кабинете Карлос с помощником, переводчик и за что-то бурно обсуждали. Толстяк Карлос темпераментно размахивал руками. Переводчик едва поспел за его пулеметной речью, Рованоза попытался что-то вставить на своем ломаном испанском, чем вызвал дружный хохот. Осташвили сел за стол и сразу же почувствовал на своем лице острый взгляд помощника. Он улыбнулся в ответ. О функциях, которые исполнял этот человек в организации Карлоса, говорила жесткая складка губ. «Наверное, скармливает людишек крокодилам, так у них, кажется, принято», – подумал Гуга. «Надо будет расспросить на досуге, вдруг расколется». «Прошу прощения, дорогие гости», Проблема решена, отдыхаем дальше. Гого взмахом руки выгнал суетившегося у стола официанта. Когда затем закрылась дверь, сразу же почувствовал, какой напряженной и вязкой стала атмосфера в комнате. «Э господин Асташвили, с трудом произнес его фамилию переводчик, чуть наклонив голову к бросившему несколько коротких фраз помощнику, Сеньор -э Пиральто бросит простить его за бестактность, но у него только что возникла некоторая проблема, которую сеньор Пиральто хотел бы решить прямо здесь, не выходя из-за стола. О чем это он? Гуга вопросительно посмотрел на Равануза. Тот пожал плечами. Пиральто снял с пояса Пейджер, что-то сказал переводчику, тот кивнул. А в ваше отсутствие сеньор Пиральто получил сообщение, которое хотел бы немедленно проверить. Ус проверяет! Пиральто щелкнул пальцами, переводчик шустро нырнул под стол и достал тонкий кейс. Гога потянулся к бутылке налил себе вина. Играть роль хозяина застолья как-то сразу расхотелось. О чем вы тут без меня трепались? Спросил он в полголоса у Равануза. О бабах! вздохнул Ашкиназий и заковырял вилкой в тарелке. Да. Гуга считал, что говорить с Равануза о бабах все равно что с безногим о футболе. Значит, счет был рассчитан на официантов и метродотеля. Пиральто уже успел достать из кейса ноутбук. Компьютер тихо попискивал, выбрасывая на монитор цветные картинки. Пиральто присоединил к нему сбоку радиотелефон, застучал по клавишам острыми пальцами. С кем-то связывается. Удобно, черт возьми. Сиди за столом и держи под контролем всю организацию. Нам бы так, прокомментировал происходящий Равануса. Фиг дела у нас так получится. В России живем. Проворчал Гуга, отхлебнул вино и добавил: А за столом надо отдыхать, а не дела делать. Пиральто обменялся короткими фразами на испанском с нервно запыхавшим толстой сигарой Карлосом. Потом, сделав знак переводчику, обратился к Асташвили. Сеньор Пиральто напоминает, что мы до сих пор не получили подтверждение прохождения груза по маршруту, который, как вы заверяете, полностью вами контролируется. Хотите ли вы получить нашу информацию по этой проблеме? Переводчик посмотрел на Пиральто. Тот поднял острый подбородок и уперся взглядом в широкое переносье Гоги. Ждал. Асташвили, еще до конца не осознав, что делает, кивнул. Боливиец развернул светившийся голубым монитор к притихшим Асташвили и Равануза. «Это файлы службы Дона Пиральты», – опять начал переводчик, старательно отводя глаза от монитора. Сеньор Пиральта выражает надежду, что его служба работает не хуже, чем аналогичная служба господина Асташвили. Пиральта щелкнул клавиши и на монитор выбросила картинку. Пиральта хищно усмехнулся и что-то сказал переводчику. Парень был совсем молодой. Притащили своего, это было условием встречи. Того, что он наслушался в Москве, хватит ему, чтобы просыпаться в холодном поту еще много лет. Сеньор Пиральто говорит, он не успел распечатать документы, они были получены непосредственно перед нашей встречей. Как и вы, сеньор Пиральто поддерживает постоянную связь с работниками службы безопасности. Укол был тонкий, но для самолюбия Гоги весьма болезненный. Пиральто изобразил улыбку и продолжил. Сегодня утром в Амстердаме таможня задержала груз, пришедший в адрес одной из наших фирм. Небольшая проблема, груз не соответствовал накладным. К счастью, проблему удалось быстро решить. Переводчик облизнул губы. Только что сеньор Пиральто получил последние данные и хотел бы немедленно вас с ними ознакомить». «В чем проблема, я не понял». Гуга отставил бокал. Весь день ублажал этих низкорослых, смуглолицых людишек, как мог тянул время. Только к вечеру расслабился, не ожидал, что они решат использовать застолье для разборов. А они в этот момент и ударили. Сеньор Пиральто спрашивает, помните ли вы об условиях поставки партии нашего товара из Пакистана? Помню, и дальше что? Асташвили умел держать удар, Гашиш шел из Пакистана в Стамбул. Там его грузили в самолет и отправляли в Грозный. В Чечне был пресловутый правовой вакуум, от чего в небе сама собой образовалась черная дыра, в которой пропадали и из которой неожиданно вылетали самолеты с неизвестными грузами. Это даже не НЛО, это круче. В денежном исчислении сплошная астрономия. Из самолета контейнеры с изюмом перегружали на машины и под надежной охраной гнали до Краснодара. Там машины менялись, на груз оформлялись все необходимые документы. Контейнеры пломбировали таможенными печатками. В тихом городке под Ярославлем брикеты гашиша должны были переложить в другие коробки. Гашиш пересыпался изюмом, закупленным в Узбекистане, о чем извещали надписи на коробках. Груз узбекского изюма шел через всю Россию транзитом. Соответствующую пломбировку на контейнерах должны были поставить в этом городишке под Ярославлем. Три машины, каждая своим маршрутом, должны были проследовать в Ригу, откуда на пароходе в Амстердам. Должны были, если бы не пропали три дня назад где-то в ярославских лесах вместе с сопровождающими. Людей не жалко, но полторы тонны гашиша. Гога знал, что в Амстердаме уже грузят контейнеры с водкой. Ее предстояло реализовать через безналоговый фонд, прокрутить прибыль через банк и раздать прибыль всем участникам операции. После этого принять от боливицы в новую партию наличных долларов, отмыть через систему казино, увести на счета фонда и вновь бросить дело через кредиты, выдаваемые МКБ. А в Амстердам прибыл пакистанский изюм, что явствовало из надписи на коробках. Это сразу же заинтересовало таможню. Они досмотрели груз. Пиральто обнажил в улыбке ровные хищные зубы. К их разочарованию, среди пяти тонн изюма не нашлось ни грамма гашиша. Фирме пришлось заплатить разницу в цене за более высокосортный товар, после чего груз был пропущен. Гуга осторожно промокнул салфеткой губы. Нога сама собой нащупала твердый бугорок под ковром у ножки стола. На всякий случай. Нажать кнопку и через 10 секунд охрана уложит болевийцы в напол. Сеньор Пиральдо только что связался с отправителем груза в Пакистане. Тот опознал на снимках свои упаковки. Он назвал проставленные им знаки, по которым можно было бы быстро отделить коробки с гашишем. Эта информация перепроверена и подтверждена. Коробки есть, а гашиша нет. Пиральто опять сверкнул своей хищной улыбкой. С грохотом поползло кресло, отодвигаемое мощным задом Дона Карлоса. Он пыхнул сигарой, краем губ что сказал переводчику, тот сразу вскочил. Белая салфетка осталась висеть на груди. «Дон Карлос благодарит за ужин. Сегодня наш первый день в Москве, и вы, господин Асташвили, просили нас не говорить о делах. Мы идем вам навстречу. Завтрак мы закажем в номер. Встретимся за обедом». Где нам выражает Надежду Дон Карлос будет дан подробный отчет. Закрыл за болевицами дверь. Гога первым делом смел со стола в всю посуду. Равану за едва успел подхватить блюдце с кусочком торта и стакан сока. Так и замер, зажмурив глаза. Гуга длинно выругался по-грузински, потом перешел на русский мат. Равану замолчал и хватал воздух, как рыба, выброшенная на берег. «Этот сучий потрох, не дай бог он вылез из могилы, я его на куски порежу и собакам скормлю», – заревел Гуга, топча ногами мерзко хрустящую посуду. «Кто?» – за непроизвольно поджал ноги, чтобы разлетающиеся во все стороны белые осколки не попали в туфли. «Крот, я его маму». «Так он же давно помер, Георгий». «Хрен там, жив, сука, хотя я не знаю почему». Давид вышиб мозги из одного мальчишки, крупье наш, он крота вчера сфотографировал. Серьезно? Шучу я так, весело мне! Гуга неожиданно остановился. Где Самвел? не оборачиваясь спросил он. Уехал, мне ничего не сказал. Равану запонял, концерт окончен и поставил блюдце и стакан на осиротевший стол. Развели, бардак, на три дня вас оставить нельзя. Он надернул выбившуюся рубашку из брюк. Нет, Самвела и хрен с ним. Много брать на себя стал. Давид займется этим делом. На тебе эти болевицы и засранцы. Он повернулся лицом кровонуза. Успокой, как можешь. Пусть ждут. Товар мы найдем. Откопаем крота, найдем и товар. Это его рук дело, сердцем чую. Понял, а, где тебе искать? Сейчас в Останкине. Меня в студии уже ждут. Ты телевидению бабки отстегнул. Как сказал наличными из рук в руки: Ладно, поеду, скажу пару слов народу. Пора свою партию регистрировать. Сейчас, кто в политике, тот в законе. Гуга сжал пальцы в кулак, громко хрустнув суставами. «Потом соберемся в клубе, там спокойнее. К этому времени Давид добудет да девку». «Какую девку?» «Не твое дело. Будешь нужен, позову». Гуга вышел тяжело с оттяжкой хлопным дверью. Оперативному дежурному ГУВД. Нарядом 48-го отделения милиции обнаружен труп мужчины, 20-25 лет со следами многочисленных побоев. По обнаруженным на теле убитого документам, служебной карточке, Потерпевший является сотрудником казино Азазела Хорошевым Алексеем Геннадьевичем. На месте преступления работает следственная группа. Глава 49. Старый лис, уставший, бежать. Неприкасаемая Журавлёв воткнул вилку в розетку, и электробритва в ее руках мерно зажужжала. Круто удивленно вскинул бровь. «Филлипс, хорошая фирма. Журавлев повернулся к стоящему в дверях Кротову. Нет надежнее способа блокировать аппаратуру подслушивания. Проходите, как там наш слухач. Инга забавляется с Костей. Кротов закрыл за собой дверь. Не понял. Успокойтесь, Кирилл Алексеевич. На компьютере играют какие-то догонялки-стрелялки. Дай бог не на раздевание. Вздохнул Кротов и с трудом опустился в кресло. Журавлёв ужаснулся произошедшей в Кротове перемене. За час гона, пока тут мерил лужайку шагами, не обращая внимания на пронизывающий ветер и приставание вездесущего конвоя, внутри у старика все выгорело. Да, теперь он действительно старик. Вон как лицо заострилось. Нет больше крота, подумал Журавлёв, сев так, чтобы неяркий свет от настольной лампы падал на Кротова. Споёт лебединую песню и тихо угаснет. Споет ли? По глазам видно, споёт. Или, по крайней мере, попытается. «Так, Кирилл Алексеевич, времени у нас нет. Или договариваемся сейчас, или спасайся кто может. Что выбираете?» «Выбираю послушать». Журавлёв щелкнул портсигаром, достал сигарету, закурил. «Разумно. Рвать волосы на себе не буду, и так ничего не осталось. Скажу коротко. Нам хана». «Это я уже слышал», – пыхнул сигарета Журавлев. «Кроме эмоций у вас что-нибудь есть?» «Есть». Кротов достал из кармана кофты, в последние дни он отчаянно мерз и все время кутался в теплые вязаные вещи. Маленький блокнот. Журавлев, я вам сейчас расскажу, чем мы все в это время занимались. Охотились за деньгами Гоги, которые он в свое время у вас помыл. А вот и нет, глаза Кротова вспыхнули нехорошим огнем. Нас подставили, Кирилл Алексеевич. Это не деньги Гоги, даю руку на осечение. Хм, а вам-то какая разница? Знаете, всегда полезно знать, у кого воруешь. Можно ведь так нарваться. Вы в финансах, как я в японском театре Кабуки. Красиво, но ни хрена не понятно. Так что слушайте, вопросы будете задавать потом. Кротов взял стакан сока, выпил до дна мелкими птичьими глотками. Так, я проанализировал операции на счетах финансовой компании Гуги Асташвили. Костик, золотой мальчик, далеко пойдет, если не остановят. Вывод прост. Гуга почти целиком сохранил созданную мной структуру но кто-то накачал в нее такие средства, что Гога уже еле их переваривает. Кротов, пока вы крючками торговали, народ оптом заводы скупал, вы отстали от жизни. Не встревайте. Кротов резко махнул сухой ладонью. Деньги пришли из-за бугра. Частично в виде инвестиций сомнительного свойства, частично, как я убежден, нелегальным налом и были отмыты через сеть казино. А то, что в захваченных машинах был гашиш, говорит о том, что Гога не гнушается торговлей наркотиками, Короче, гребет бабки совковой лопатой из всех помойных ем. Почему бы ему не найти инвесторов? Он сейчас солидный бизнесмен, без пяти минут лидер новой партии. Журавлев, поможет Сокрутов. Вот только этого не надо. У любого солидного инвестора солидная служба разведки и контрразведки. С прямыми выходами на государственные спецслужбы. Только самоубийца пойдет на контакт с Гугой и ему подобными. Репутация в серьезном деле – половина капитала. Поверьте, деньги еще никогда всего не решали. Задавлен авторитетом, так откуда деньги? А страшно не станет, Кротов выдержал паузу. Это деньги наркокартеля Кали, журавлев. Боливийского наркокартеля Кали. Так. Журавлев ткнул недокуренную сигарету в пепельницу. Разом собрался. Даже если эта версия слабенький допуск. Нам действительно хана. А ты хорош, проспал как сурок, такую операцию. «Фактуру!» – выдохнул он. «Вот таким вы мне нравитесь!» – улыбнулся Крутов. «Фактура проста и логична. В начале 90-х в Боливии американские спецслужбы разгромили картель Кали. Свято место пусто не бывает, и на его месте разом поднялся медельинский картель. Для примера скажу, что лидеры медельинского картеля предложили выплатить национальный долг Боливии в обмен на невмешательство в их бизнес. Между прочим, готовы были выложить 8 миллиардов долларов. Одним платежом и без ущерба для бизнеса». Чувствуете, каков размах? Крутов выдержал паузу, справляясь с возбуждением. Но это их боливийские проблемы. Нас должно волновать только то, что капитал картеля Кали исчез. Так в свое время исчез капитал Третьего Рейха. Нет и всё. Расфутболили по счетам. Журавлев, это же не проворовавшийся кооператив инвалидов города Урюпинска. Такие деньги не заныкаешь в кубышку, не тот масштаб. Это миллионы и миллионы долларов. Вложить их незаметно невозможно, они просто разорвут мировые финансовые каналы, как напор воды рвет ржавые трубы. Чпок! Он развел ладони. И мировой кризис вам обеспечен. Хорошо. Журавлев прикурил новую сигарету. Но где-то они их вложили. Давайте подумаем. Нужна маленькая страна, желательно с диктаторским режимом. Она должна быть полностью вне международной политики, полностью вне международной юриспруденции и не подлежать контролю мировых финансовых институтов. По аналогии с Боливией, у нее должна практически отсутствовать индустрия, а традиционным занятием местного населения должно быть земледелие и бандитизм. Желательно иметь выход к морю. Очень хорошо, если есть нефть. Сей продукт очень легко поддается недоливу и прочим манипуляциям. И еще одно условие. Поблизости должен расти мак, конопля или нечто подобное. Деньги-то разумнее вкладывать в освоенный бизнес, не так ли? Чечня, Журавлев ужаснулся собственной догадки. Как вариант Югославия, но там вышла такая заваруха, что надежный контроль за капиталом организовать сложно. Хотя, если разобраться, война идет за контроль над Балканским маршрутом. По нему и испокон веков шла наркота с Ближнего Востока. Бог ты мой! покачал головой Журавлев. А каким боком сюда влез Гога? 80% финансового капитала крутятся в Москве. Нужен надежный смотритель, вот и все. Он надавил по своим каналам и МКБ открыл в Грозном филиал с правом юридического лица. То, что он де-факто сидит где-то почти под боком, а не там, где ему полагается, знает лишь человек Гоги в банке. Он же заботится о том, чтобы вовремя дать тревожный звонок. А что имеет с этого банк? Кредитные ресурсы. Вы не банкир, вам не понять. Если уж на чистоту, то банкир – это самый бесчестный человек на свете. Он пользуется чужими деньгами, как своими, но риск делит с вами пополам. В крайнем случае он может рассчитывать на поддержку братства банкиров. Они помогут брату, попавшему в беду. Если не помогать, то рухнет вся сеть, а этого допускать нельзя. А вам, лично вам, как лопахнувшемуся вкладчику, останется только пустить себе пулю в лоб. Занятно, но не по теме. У меня нет вкладов из-за потери которых можно застрелиться. журавлю посмотрел в глаза Крутого. Не влифуйте? Как с финансистом с вами разговаривать без толку? Попробуй как с опером. Крутов всунул кисти рук в широкие рукава кофты. Если бы вы были Гавриловым, как бы вы сумели выдернуть хвост из этого капкана? Дался вам Гаврилов. Он исполнитель, такой же, как и мы. И его, как и нас, сбросят в канаву, когда игра подойдет к концу. Неужели вы думаете, что дав нам прикоснуться к таким делам, как охота за деньгами картеля, нас оставят в живых? Журавлев, да за такие деньги можно оправдать любую кровь. Они стоят рек крови. И будьте уверены, эти люди их прольют и не поморщатся. Итак, каков следующий код Гаврилова? Журавлев встал, прошелся по комнате. Сейчас он стал похож на затравленного медведя до срока выкуренного из берлоги. Утечка информации. Он встал над Крутовым. Грамотно подстроенная и не бросающая тень на ее автора. Правильно! Теперь вам ясно, зачем Гаврилов послал Максимова на этот банкет. Подставка чистой воды. Не было никакой нужды сопровождать казачка на эту, как сейчас говорят, тусовку. Казачок свой отработал. Операция с фикселями прошла успешно, пора рубить хвосты. Поверьте, в ближайшие часы его ликвидируют, или я ничего не соображаю в этом деле. Только не надо делать удивленное лицо. С ним же поехала жена, Журавлёв непроизвольно нащупал нательный крестик под рубашкой и крепко сжал померзшими пальцами. «И черт с ней! Зажравшийся блатной мальчик и свихнувшаяся дочка казнокрада в погонах! Когда я крутил его на операцию с векселями, у вас личик это было, простите, будто лимон во взад сунули. Вы свои пролетарские чувства еле скрывали, я же видел. Так что сейчас страдаете? Люди гибнут за металл, слышали такую песенку?» Крутов отстранил Журавлева, встал, тяжело опершись на подлокотник кресла. Мне будет жаль, если Максим не вернется. Он был мне очень пригодился. Зачем? Во-первых, вырваться отсюда. Вы же из пустолета с двух шагов в корову не попадете, а про меня и говорить нечего! слабо улыбнулся Крутов. Максимова Гаврилов уберет чистую и спишет на него утечку информации. Если постараться, то можно и убийство казачка навесить. Журавлев усилием воли заставил себя не думать о жене и дочке. Наверное, сейчас спокойно спящих и не подозревающих, что их мужчина уже не в силах их защитить. Крутов спрятал кисти рук в рукава кофты, уткнул в нос в высокий воротник и надолго замолчал. Журавлеву он сейчас напоминал старого клеста, уставшего сопротивляться холоду и ветру и покорно приготовившегося к смерти. Ваше счастье, Кирилл Алексеевич. Тихо, словно сам себе произнес Крутов. В том, что вы постоянно опаздываете. И на этот раз вы опоздали. К чему это вы, Савелий Игнатович? Насторожился Журавлев. А к тому, самый умный из известных мне оперов, что вас опять переиграл старый цеховик. Крутого зло усмехнулся. Вы, простите, человек внутренне зависимый. Именно таких и подбирают таскать каштаны из огня. Вы способны лишь исполнять приказы, соответственно, просто по определению не можете работать на перспективу о которой так распинался Гаврилов, а вы аплодировали ему ушами. А я свободен до смертельной пустоты под сердцем. Свободен. Я вам еще на острове говорил, что такой человек, как я, может реализовать себя в любых условиях, на нарах или в Париже. А вы, глупец, не поверили. И что же вы наработали, зло приширился Журавлев. Да выключите вы эту громыхалку. Кому интересен предсмертный лепет двух стариков? поморщился Крутов. Журавлёв выключил жужжащую электробритву. «Я закрутил такую интригу, что ее последствия будут сказываться в ближайшие 50 лет». Журавлёв пыхнул сигаретой, с сомнением посмотрел на все еще стоящего у кресла Крутого. «Нет, Кирилл Алексеевич, я не сошел с ума». Глаза Крутого вспыхнули недобрым огнем, как у лиса, прижатого к обрыву ошалевшими от гона собаками. «Дай бог мне удастся увидеть начало». «Надеетесь выбраться отсюда?» Журавлев опять включил электроблитву. Кротов болезненно помошился. «Учтите, Максима ждать без толку. «Вы его недооценили, как и Гаврилов, впрочем». Кротов покрутил на пальце перстень. «Хотя он несколько раз демонстрировал вам, что способен на невозможно. Да и кто вам сказал, что ему незачем сюда возвращаться?» Иронично усмехнулся Кротов. Глава 50 вызывая огонь на себя. Когти орла. Говорят, кошка может спать рядом с работающим экскаватором и встрепенуться, услышав, как невдалеке скребется мышка. Такой степени отрешенности от раздражающей обстановки Максимов не достиг, но того, что дали долгие тренировки, вполне хватило, чтобы, находясь в празднично возбужденной толпе гостей, полностью отдаться собственным мыслям. При этом он старался перемещаться по залу так, чтобы постоянно держать в поле зрения казачка с женой. Приходилось отрабатывать легенду сотрудника, сопровождавшего шефа на светском рауте. Но находиться на достаточном удалении, чтобы в любой момент незаметно для окружающих войти в контакт с человеком, посланным тем, кого Гаврилов называл куратором. Сейчас он был абсолютно уверен, что Орден уже объявил угрозу вторжения. Орел уже выпустил когти и вот-вот рухнет с небес на жертву. Как всегда, удар будет неожиданный и беспощадный. Может, так и задумывалось с самого начала? Я бегаю, сношу башкой стены, стреляю во все, что движется, и отвлекаю все внимание на себя, пока самый незаметный тихо делает основную работу. Или по ходу дела твою разведку боем превратили в отвлекающий манёр, а возможности предупредить не было? Нет, правильно сделали, что работать пришлось без обратной связи. Я и так знаю, через чего много. Не голова, а информационный фугас. Почему они тянут время? Стою тут, как девица на первом свидании, жду неизвестно чего и кого. Впрочем, почему неизвестно? Он грустно смехнулся. Кандидатов в куратора операции всего двое. Ошибиться трудно. Одного видел своими глазами, а втором проговорился Гаврилов. А что он с тобой будет делать, от должности и воспитания не зависит. Эх, да чего же хочется всех тут перестрелять? А у вас очень недобрый взгляд? Да? Максимов быстро окинул взглядом подошедшую к нему девушку. Коротко остыженные черные волосы были присыпаны какой-то серебристой пудрой и отливали серебром. Максимову это не понравилось. Почему-то считал, что седину подделывать нельзя. Седина – клеймо опыта. Знал, от чего можно посидеть. Не раз видел, как у 20-летних пацанов серебристые нити выступали чуть ли не за ночь. Но это было там, в другой жизни. А здесь, очевидно, были свои понятия о прекрасном. 25 гуманитарное образование. Фигурка хорошая, но не спорт. Скорее всего, бальные танцы или что-то в этом роде. Марташка ухоженная. Не папина дочка, сама по себе. Как говорят, self-made. Украшения не из дешевых, со вкусом. Не в пример этим кобылам с золотыми цепями. Ростом, конечно, не вышло, но... Но это уже не исправить. Вам виднее. Он поднес зажигалку к ее сигарете. Классический вариант. Мужчина, угостите даму спичкой. За весь вечер единственный серьезный контакт. Сердцем чувствую, начинается. «Благодарю!» Она поиграла тонкой длинной сигаретой с золотым ободком. «Скучаете?» «А вы?» «Я на работе». Референт виновника торжества. «Но тогда хоть вы по долгу службы должны знать, по какому поводу сборище». Уже забыла. Она широко улыбнулась, продемонстрировала великолепные зубы. Где-то записывала. «Думаете, это кому-нибудь интересно?» У нас о поводе помнят до третьего стакана, будь то свадьба или поминки. А это, она небрежно качнула сигаретой, тусовка она и есть тусовка. Думаете, во времена Пушкина было иначе? Максимов наклонился к ней и заговорщически перешептал. Не дай бог иначе. Приятно верить, что у нас все как у благородных людей. Хм. Она отстранилась и пристально посмотрела ему в глаза. А вы действительно злой. По-хорошему злой. Без гегемонской зависти, просто злой и все. Это плохо? Зависит от обстоятельств. Университет давно закончили. В прошлом году она удивленно вскинула брови: Вы не из тех, кто считает, что образование только портит женщину. Настоящую женщину, как и подлинную красоту, уже ничем не испортишь. Если это комплимент, то самый тонкий за последние полгода. Обычно дальше восхваление экстерьера дело не заходит. Принесите шампанского, злой человек». Он вернулся, неся в руках два бокала, и застал ее в обществе двух крепышей в одинаковых бордовых пиджаках. Они смерили Максимова недобрыми взглядами. «Спасибо. Познакомься. Григорий Терехов, крупный коммерсант. Игорь Ляшко, директор риэлтовской фирмы». Она сделала паузу, заставляя Максимова представиться самому. «Максим Родионов, консультант компании «Русын». Документы от паспорта до водительских прав были выправлены Гавриловым на имя Некого Родионова. Очень рад! пробормотал один из бордовых близнецов. И чего, консультируешь? Господин Родионов эксперт по вопросам безопасности, неожиданно ответила за Максимова девушка. Серьезно? Бордова недоверчиво посмотрел на Максимова. Обычно да. Максимов улыбнулся, представив, что можно сделать с этими двумя. Если отломить хрупкий бок бокала и зажать в пальцах острый как лезвие осколок. В такой сутолоке никто даже не заметит удара. Захочешь серьезной работы, найди меня. Первый, названный крупным коммерсантом, протянул визитку. Проблемы? Максимов превратил в руках кусок белого картона. Свою визитку вопреки всем правилам хорошего тона доставать не спешил. Этикет этикетом, а раздавать отпечатки пальцев неизвестно кому не хотелось. У всех проблемы. Пойдем, Гриша, время баньки. Он шлепнул по широкой спине бордового брата. Они пошли, как два бульдозера, сквозь гомонящую толпу. Уф! Девушка вздохнула и сделала маленький глоток. Про меня, похоже, вы все знаете. Могу задать вопрос, как вас зовут? Ольга. Для тебя злой человек, Ольга. А знаю только то, что было написано в списке гостей. Вот и весь секрет. А ты сразу напрягся, да? «Не могла же я сказать дружкам своего босса, что всего минуту назад тебя заарканило?» Она хитро улыбнулась. Максимов среагировал на босса и стал высматривать через головы собравшихся казачка. «Своего ищешь? Если он серьезный человек, смотри в правый угол». «Там». Максимов разглядел голову казачка и рядом с ней огненную гриву дочки полковника. «А почему в правом?» «Закон хаоса». Она коснулась его щеки, поворачивая лицом к себе. Хаос не может существовать вечно, он имеет тенденцию к самоупорядочиванию. За внешним хаосом тусовки существует жесткий порядок. Серьезные и солидные группируются в правом верхнем углу зала, мелкие тусовщики колобродят в центре, у всех на виду. Случайные гости и закомплексованные неудачники жмутся по краям, ближе к выходу. Интересно, а мы? Мы рабочие лошадки. Нам надо стоять так, чтобы видеть солидных, вдруг потребуемся. Следить за тусовщиками, от них одни неприятности. И не мешать потоку гостей. Он идет слева направо вдоль стен. Никуда не надо бежать. Стой и жди. Нужный человек обязательно профилонирует мимо тебя. Мумница. Спасибо. Она развернулась на каблучках, давая возможность Максиму полюбоваться открытой до самопоясницы спиной. Так, солидных уже нет. Сейчас пойдет загул. Солидные дольше получаса не тусуются. Это не камень в огород твоего шефа. Его кобыла оторвалась до бесплатного. Давно на людях не была, сразу видно. Глаза горят, хвост пистолетом. А ты, Оля, тоже еще та злючка. В моей прелести, продолжение моих недостатков. Повернувшись к нему, она подставила на обозрение глубокое декольте. Перехватив, спикировавшись за вырез взгляд Максимова, чуть улыбнулась. Так, с сексуальной ориентацией у тебя, слава богу, все нормально. А теперь скажи раз. Раз. Максимов недоуменно пожал плечами. «Два!» Словно по ее команде в зале медленно погас свет. Острый луч софита высветил круг маленькой эстрады. Из темноты на нем вспрыгнула девица в красном коротком платье. «Привет, друзья!» – прокричала она в микрофон, прокуренно пропитым голосом. «Концерт по заявкам друзей!» – прокомментировала Ольга, брезгливо наморщив носик. «А что делать? На один прием хозяин нанял скрипичный квартет», так под него гости так назызюкались, что прошли все стадии пьянения. От легкого головокружения до белой горячки. За полчаса. Ты бы видел. А утром привет с Большого Бадуна достался мне. Почему дура с высшим образованием не догадалась вовремя подсказать шефу, что это группа лиц с печальными еврейскими лицами и музыкальными инструментами. Ну и все в таком роде. Даже мой университетский диплом припомнил, козел. Хороший фокус получился. Максимов придвинулся к ней. «А, это не фокус. Я на часы все время поглядывала, ты не заметил». Шеф помешан на точности, он этой козе с баяном сказал, чтобы начинала выйти ровно в десять. Попробовала бы не запить. «Лучше бы не говорил», Максимов поморщился. С ее голосом только в привокзальном буфете пирожками торговать. Она засмеялась и положила руку ему на плечо. «Твой тебя искать не будет?» «Надеюсь, нет». «И меня не будут». Она покачала головой и ярко брызнули камешки в маленьких сережках. А у меня работа закончилась. Теперь пусть хоть все в бассейне перетопятся, мне плевать. Пойдем пить шампанское, злой человек. Началось! С невольным облегчением подумал Максимов, еще раз скользнув взглядом стоящей рядом Ольге. Надо дать должное кусочек сыра в мышелоку, они положили весьма аппетитный. Итак, кто из кандидатов оказался проворнее? Он остро почувствовал, как в ее маленьком тренированном теле бьется нервная сила. Страх и возбуждение одновременно. В черных глазах, казавшихся еще глубже от темных теней на веках, мелькнул нехороший огонек, словно случайный луч высветил в темноте глаза затаившегося зверя. Она вывела его через боковую дверь, повела через оранжерею, освещенную призрачным сиреневым светом. Каблучки остро цокали по холодным плитам. Почему не спрашиваясь, во сколько эта красота встала? Мне не интересно. Вот подведет прокурор твоего босса под конфискацию, тогда и узнаем, что здесь почем. Максимов поймал ее за руку. Не здесь. Она потянула его за собой. В этом дворце у Золушки есть маленькая коморка. Пальцы у нее оказались неожиданно сильными. Ольга прижалась к нему грудью, скользнула в бок, заставив перевернуться на спину. Вышло так неожиданно и ловко, что Максимов так и не успел понять, что произошло. Она помяла его плечи и довольно покашаче замурчала. Мрр, только не шевелись! Она уперлась ладонями в его грудь. Лежи и не шевелись, дальше я сама. А ты молодец, долго держишься. Угу! мысленно ухмыльнулся Максимов. Попробуешь тут кончить, если ты кошечка двери закрыла, а ключ в замки не оставила, а за дверью сопят аж здесь слышно. Интересно, будут терпеть до конца или у них свои ходики тикают? Малышка же может гарцевать до утра, и ее дело маленькое, а им уж не втерпешь. Куда ты? Он подхватил за талию, наклонившуюся в сторону Ольгу. Сигареты в сумке, прошептала она. «Устрой перекур на рабочем месте. Она сильнее сжала бедра, чтобы удержаться на нем. Откинулась назад, пошарила по ковру рукой. Ага, вот она! Щелкнул замок сумочки и тут же в грудь Максимова уперлось что-то холодное. Лежать! Громко, чтобы услышать за двери, сказала Ольга. «Если человек хочет убить, он не пугает. От угрозы до выстрела всегда есть секунды, а это шанс». Максимов никогда не упускал шанса остаться в живых. Дверь распахнулась, и в комнате вспыхнул свет. В этот же момент Ольга, получив короткий удар в подбородок, слетела с Максимова и без стона рухнула на ковер. Ворвавшихся в комнату он встретил, сидя по-турецки, с дамским браунингом в руке. «Групповому сексу тяги не имею», – спокойно сказал Максимов, взяв на прицел двух парней, замерших на пороге. Такого варианта они не учли или их плохо проинструктировали. По лицам было видно, исполнители. «Я не люблю, когда мне мешают». Парни расступились, пропустив комнату астролицева седого человека. Он сыпким взглядом осмотрел комнату, чуть задержавшись на обнаженном теле Ольги, распластавшемся на ковре. Оценив обстановку, он изобразил улыбку на жестком, изрезанном глубокими морщинами лице. «Извини, дорогой», Сказал он с легким кавказским акцентом. Почему на ковре сидишь? Мог бы ее и на столе разложить. Падать высоко, усмехнулся Максимов. А я двигаться люблю. Молодец! улыбнулся островицей еще шире. Только вот что я тебе скажу. Ты только не обижайся. Он сделал шаг вперед. Секретаршу хозяина можно трахнуть, он не обидится. Ее уже брали и на столе, и под столом, с его разрешения. Но стрелять в доме уважаемого человека это нехорошо. Хозяин мой друг, зачем обижать друзей, да?» «Согласен», – кивнул Максимов, но стол не опустил. «Слушай, дорогой, встань, оденься, мы сядем, поговорим, хорошо?» «Могли бы постучать, я сам бы вышел», – проворчал Максимов. Резко встал на ноги. «Только без фокусов». «О чем речь?» – Астролицы сделал шаг в сторону, освобождая проход своим бойцам. «Бандит, а как интеллигентно работает!» Максимов покачал головой. Я уж грешным делом подумал, что сейчас некто под сидерцев нарисуется. С волкодавом из своей службы. А тут Сигуа собственной персоны. Или поторопился, или переиграл СБП. Черт их разберет. Максимов быстро натянул брюки. Пистолет лежал на столе под правой рукой. Напасть они не рискнули. Когда он потянулся за пиджаком, для этого пришлось сделать полшага от стола. Люди Сигуа бросились вперед. Он был готов принять удар, но вдруг что-то тяжелое врезало по шее и искры брызнули из глаз. Он коротко охнул и рухнул на пол. Сознание не потерял, просто заставил все мышцы стать кисельными, как при глубоком нокауте, и не чувствовать боли. Это он умел. Поэтому, получив контрольный удар носком ботинка под ребра, он не застонал. Глава 51. Допрос в стиле военной разведки. Кохти орла. Земля была холодная. Сырой ветер, забившись под рубашку, тысячи ледяных иголок колутило. Максимов стоял на коленях, закрыв глаза, чуть покачиваясь в так неслышимой никем, кроме него мелодии. Он ни на что не обращал внимания. Ни на лопату, воткнутую перед ним, ни на наручники, стиснувшие запястья, ни на окруживших его плотным кольцом людей. Он не испытывал к ним ненависти. Более того, он был им благодарен за эту минуту передышки, Лучшего подарка перед смертью они придумать не могли. Чего это он? – спросил один, прислушавшись к бормотанию Максимова. Не видишь, молится? – сильным акцентом ответил другой. «Гаятэ, гаятэй, гаятэй, хара гаятей, бодзисовака». -гая бодзи совака. С каждым словом все громче стал шептать Максимов. Здесь и далее по тексту приведено окончание сутры алмазоподобной мудрости. Ханя Хамита, Синге японская. В классическом ниндзюцу она используется как мощное средство самонастройки и активации резервных возможностей человека. «Он что, не русский, да?» – неуверенно спросил человек с акцентом. Алё, гараж! Хорош косить, копай давай, харикришна грёбаная!» Кто-то в полсилы пнул его в спину. Ханя Синго!» – гортанно выкрикнул Максимов и скинул руки вверх. Наручники сами собой соскользнули с расслабленных кистей, сверкнув, высоко взлетели к черным веткам деревьев. Окружавшие его невольно подняли головы. Он схватил лопату и описал ею восьмерку. Потом еще. Еще. Их было шестеро. Теперь все они лежали у его ног. Тот, с безбожным кавказским акцентом, бился в судороге, прижав к себе перебитую пополам руку. Он закинул голову, казалось, острый кадык вот-вот разорвет кожу. Еще секунда, и он бы зашёлся на весле с диким животным криком. Черный штык лопаты с хрустом вошел в горло. Самвел курил, развалившись на заднем сиденье Чироки, стараясь попасть струйкой дыма в гладко выбритый затылок водителя. Когда удавалось, дым начинал клубиться над головой парня. Казалось, что это от перенапряжения у того задымился мозг, как закипает радиатор у перегретого движка. Насколько Самвел знал, мозгов у водителя не больше, чем у запасного колеса джипа, это и забавляло. «Чего они телятся?» – закрутил головой парень. «Может, сходить, а?» И двери в своей девятке не закрыли, лохи несчастные. Он ткнул пальцем в серебрившуюся в темноте машину. «Без тебя разберутся. Сиди, не и гази. Самвел набрал побольше дыма, прицеливаясь мястистый затылок. Вдруг на затылке образовалась темная точка. Голову парня откинула назад, а на лобовое стекло плеснуло серым месивом. Только после этого Самвел услышал грохот выстрела. Близко, над самым ухом. Максимов ткнул еще горячим стволом в лицо Самвела. Тут же из рассещенной губ брызнула кровь. «Сидеть, сука!» Самвел вытаращил глаза. Из распахнутого окровавленного рта вырывался табачный дым. «На лес не смотри, там все кончено. На меня смотри!» Максимов уперстывал в нос, заставил поднять голову. «Я задаю вопросы, Самвел, а ты быстро отвечаешь». «Пошел ты!» Капельки вязкой кровавой слюны слетели с губ, заляпав белоснежный воротник рубашки. Понял. Максимов рванул его за ласком пальто. Самвел вылетел из кабины и распластался на земле. Максимов не дал ему подняться, надаю каблуку межлопаток. Я задаю вопросы: Нет ответа, пуля в стопу. Молчишь, пуля в колено. Не тушься, не выдержишь. Когда дойду до локти, ты успеешь рассказать всю свою поганую биографию. Самвел захрипел, попытался вырваться, за что сразу же получил каблуком по позвоночнику. «Вопрос первый. Кто меня сдал?» Самвел ощерился, зашептал перемазанными землей губами ругательства. Максимов вогнал пулю рядом с его головой. «Пасть закрой, тварь! Отвечает только на вопросы!» Не дожидаясь реакции Самвела, он выстрелил, целясь в мусок лакированных туфель. Едва успел упасть на колени, вдавив скрюченное болью тело в землю. Заломил Самвелу голову вверх и не дал закричать. Г Гаврилов, прохрипел Самвел, закатывая глаза. Еще дырку сделать или будешь говорить? Буду, буду! Лицо Самвела сморщилось, как засохшая груша. Из-под плотно сжатых век выступили слезы. Гаврилов работает на тебя? Да. На чем взял? Старые дела с камушками из гохрана. Ты знал все с самого начала? Да, он тут же заложил, что служба решила найти крота. Гога про нас знает, нет. Почему? Он дурак заигрался, его решили кончать. Раньше надо было. Зачем наезд на офис устроил? Не знал я про наезд. Гогина инициатива. Зачем мне вас мочить раньше срока? Логично. А сегодня зачем спектакль разыграл? Что узнать хотел? Деньги на тебе висят. И только из-за них меня сразу не убил? Да. Вот это напрасно. Выходит, и тебя сам жадность губила как последнего фраера. Решил, что кросс валит гугу, а ты уберешь крота и все достанется тебе? Да, зай подышать, больно. Потерпишь. Максимов потерся лицом о плечо, стирая котящийся по щекам пот. Что будет с людьми на даче? Уже решил? Всех под нож. Сегодня ночью. Сам по поволчий ощирился. Недалеко над лесом в небе вспыхнули огни фейерверка. Ветер донес восторженные крики. Очевидно, в особняке день рождения входил в заключительную стадию. Вот козлы, даже лень было подальше отвести, беззлобно выругался Максимов. Следующий зал фейерверка заглушил негромкий хлопок выстрела. Глава 52. Спасайся, кто может. Цель оправдывает средства. В трудные минуты, когда нервы готовы лопнуть, как перетянутые струны, наш кинозин нападал дикий жор. В этом состоянии он был готов есть все подряд, лишь бы от ритмичной работы челюстей и нарастающей тяжести в желудке по телу шла теплая волна умиротворения. Бороться с собой бесполезно, это он понял, пару раз просидев на диете. Мучения плоти кончились нервным припадком. С тех пор он всегда носил с собой что-нибудь съестное. Раньше приходилось класть в карман бутерброд, закутанный в несколько слоев овощной бумаги, с валом импортной снеди, хлынувшей страну. Проблема, чем бы заесть страх, отпала само собой. Теперь карманы всегда были забиты початыми яркими упаковками орешков, превратившихся в труху чипсов, надкусанных сникерсов и жевательной резинкой. Гугина интервью давали по московскому каналу, на всероссийский пока решили не выходить. За деньги можно, конечно, все, но наживать себе врагов среди политиков первого шалона, прописавшихся на первом и втором каналах ТВ, было еще рано. Ведущий, потлатый и немытый, как все журналяги неудачники, был заранее прикормлен но вдруг решил поиграть в независимость, слишком уж елейная была обстановка в студии. Он не в попад стал задавать острые вопросы. Гога, привыкший, что купленные вещи правослова слова не имеет, от удивления сбился и потерял нить разговора. Ашкинази вздрогнул от спазма, скрутившего живот. «Началось», – мелькнуло в голове. Уж он-то знал, что Гога с трудом говорит даже по писанному, а если ему дать волю, то забывается и начинает нести, что Бог на душу положит. Чёрт бы с ним, но разыгравшееся самолюбие быстро срывало с таким с трудом наведенный лоск элитарности, и Гога представал тем, кем был на самом деле – авторитетом отверженных и изгоев. Такие в высшие сферы проникали лишь по недосмотру. Дело с ним имели исключительно по необходимости, едва скрывая брезгливость, и как только нужда в них отпадала, с облегчением сталкивали назад, в ту клаку, из которой авторитет с таким трудом поднялся. Ашкинази выхватил из кармана хрустящий цветной пакет, вытряс содержимое на ладонь и, не глядя, отправил в рот. Тут же сморщился от едкого вкуса прогорклых орехов и выплюнул желтую кашицу на ковер. Чертыхаясь и отплевываясь, он, не спуская взгляда с экрана, потрусил к холодильнику, схватил упаковку салата и палку колбасы. Довольно заурчал, ловко как с банана сорвал с колбасы кожуру, обмакнул в салат, зачеркнул побольше и отправил в рот. Гуга в это время пошел в разнос, Перебив на полусловие ведущего, он кнул пальцем в камеру и ляпнул. «Нам мешают, нам суют палки в колёса, но пусть эти люди подумают о детях, а они есть у всех, и ради них мы и живём, или я не прав?» Гога уперся бычьим взглядом ведущего. Судя по выражению лица несчастного журналюги, тот посчитал бы за счастье провалиться под землю и больше никогда не выползать на свет. Ашкинази охнул и уронил огрызок колбасы в пластиковую упаковку салата, облизнул перепачканные губы и прошептал. «Это сумасшедший человек! Бог мой, с кем я связался?» Он покачал головой. «Таких слов ему не простят. Клянусь памятью деда, а он кое-что понимал в этой жизни». Он отлично знал, что последует. Гуга не сдержался, слишком уж многое произошло за эти дни. Но кому до этого дела? Лезешь в политику, забудь об эмоциях. Гуга настойчиво лез в политику, не удосужившись ознакомиться даже с азами этого искусства. Что имеет в виду политик, делающий заявление, мало кого интересует. Главное, как его слова поймут те, кому они на самом деле адресованы. Сам того не желая, Гуга провозгласил начало силовой борьбы с конкурентами за власть. Но забыл, что власть пока еще одна. И завтра же она потребует головы, посмевшего бросить ей открытый вызов. И ради всеобщего спокойствия Гугу сдадут. Сейчас никто не был заинтересован в нарушении баланса сил. А выходка Гоги была столь неожиданной и настолько шла в разрез с действующими договоренностями, что ни о какой показательной порке не могло быть и речи. К ней основные центры власти были попросту еще не готовы. Значит, следует ожидать реакции скорой и беспощадной. Ашкинази выключил телевизор, так что можно было не смотреть. Дверь ему открыл Пиральто. Окинул взглядом с головы до ног и кивнул, шире распахнув дверь. «Я был уверен, что вы вернетесь, господин Ашкинази», – сказал он по-русски с едва уловимым акцентом. «Не удивляйтесь, в роду Пиральта все мужчины были купцами или корсарами, а две эти близкие профессии развивают способности к языкам. Не предлагаю сесть, как понимаю, разговор будет кратким». Он скинул острый подбородок. «Слушаю вас». Ашкинази засопил, вытер мятым платком лицо. «А господин Карлос?» вы, он не может к нам присоединиться, у него важное совещание с Хуанита». «Что-то по проблеме перевода», из-за дверей спальни донесся слабый мальчишеский стон. Ашкинази крякнул, догадавшись. Пиральта даже брови не повел, только чуть дрогнули уголки губ. «Я жду, господин Ашкинази. «А, да-да, конечно. Только между нами. У Гуги крупные неприятности». «Это я понял, посмотрев его выступление. Они отразятся на контракте?» «Непременно». Ашкинази закрыл глаза, как перед прыжком с вышки. «Я могу вывести на человека, который сейчас контролирует товар. Все три контейнера находятся у него. Его условия он возвращает товар и выплачивает неустойку за каждый день задержки. Кроме этого, он вносит в дело свой капитал. Занятно, чего хотите вы. Это я решу сам. Значит, и остальное мы решим с ним, когда встреча. Организую за два дня. Завтра, господин Ашкинази, время не ждет! Он протянул руку. Пальцы были точены, как у музыканта, но хватка оказалась железной. Ашкинази поморщился и через силу улыбнулся. Ашкинази, сменив двух частников, добрался до планетарной. Племянник, слава богу, был дома. Зорик был самым умным из молодой поросли рода Ашкинази. Раньше детей принудительно сажали за фортепиано. Музыка – это кусок хлеба. Белого, а не серого, заводского. Только сейчас времена изменились и детей усадили за компьютеры. Все, дядя Саша». Мальчик закончил набирать столбики цифр и колонку слов. Куда пересылаем? На обороте листка что-то написано. Я по-вашему не понимаю. А, это адрес компьютерной почты. Сейчас. Тонкие пальчики забегали по клавиатуре. Ох, какой бы вышел из мальчика пианист, вздохнула Шкинази. Что за время, боже ты мой, в музыке хоть есть душа, а где она в этом железном ящике? Нет, или я что-то не понимаю, или этот мир окончательно сошел с ума. Все, дядя. Мальчик развернул кресло на колесиках. «Так быстро? Ты у меня светлая голова, Зурик!» Ашкинази погладил мальчика по жестким кудряшкам. «Слушай, а можно найти тот адрес, откуда мы отправили этот, как его, файл, да?» «Нет. Выключи компьютер или отключи модем, и тебя нет». «Это они хорошо придумали», – сказал сам себе Ашкинази, порвав бумажку на мелкие клочки. «Дядя, я тут видел одну штуковину, но это дорого», – мальчик потупил глаза. «Никогда не говори мне о деньгах, золотка», Ашкинази прижал голову мальчика к своему тугому животу. «Деньги, потраченные на детей, это деньги, пожертвованные Богу». Он смахнул с глаз слезы. «Знал бы ты, золотой мой, что мы сейчас наделали. Не для твоей головки все это. Нет, что угодно, только не это. Для них все только для них. Пусть детям будет хоть немного лучше, чем их отцам, а, Господи? Иначе скажи мне, чего ради жить? Что же ты все молчишь? Смотришь на все это и молчишь». Он наткнулся лицом в жесткие кудри мальчика и зарыдал. Кухти орла. Костик встрепенулся, услышав писк жившего модема. Отбросил книжку и подбежал к столу. Красная лампочка на панели погасла. Прочитав полученный файл, костик закрыл на ключ дверь и запустил сетри компьютера. Пока шла загрузка, он сложил ладони, как на молитве. Если бы кто-нибудь попытался разобрать слова, он бы ничего не понял. Ханья Синго! Резко выдохнул Костя, хлопнул острым костистым кулаком о раскрытую ладонь. Норду. Получил номера счетов. Срочно передайте данные дешифровки паролей. Обстановка на объекте крайне опасная. Прошу организовать отход. Бруно. Бруно. Все необходимое будет передано вам в ближайшие часы. При невозможности отхода приказываю уничтожить все материалы по данной операции. Норд. Цель оправдывает средства. Снайпер прижал трубку телефона к уху, свободной рукой направил рыцар пульта на телевизор и убавил звук. Какой вариант? Хорошо. Когда? Понятно. Он посмотрел на часы. Успею. Так, отработаю третий вариант. Мы договаривались, что третий дороже. 50% идет. Все, до встречи. Он бросил трубку. Достал из книжного шкафа кассету, сунул в щель видеомагнитофона, отмотал пленку почти до середины и нажал клавишу. На экране пошел фильм снятый скрытой камерой. Один и тот же эпизод повторялся раз за разом. Человек в окружении охраны шел от двери клуба к машине. Менялось освещение, менялись марка машины и одежда людей. Неизменным оставалось одно ошибка охраны. Группа, разворачиваясь на крыльце, на несколько мгновений оставляла неприкрытым хозяина. Снайпер достал винтовку спортивный манлихер заботливо протер тряпочкой прицел. Снайпер поймал фигурки на экране в прицел, выждал, медленно вдыхая через свёрнутые трубочкой губы. Он успел дважды нажать на спуск, пока грудь человека в перекрестии прицела не прикрыла голова охранника. Резко цокнул в боёк, не найдя в патроннике патрона. «Минимум два», – сказал он вслух. Он работал на людей, боящихся смерти, как собственной, так и чужой. Смерть была частью жизни, неотъемлемым фактором игр, в которые они играли. Но они боялись ее как верующий старается не произнести имя Бога своего в суе. Эти люди говорили устранить, вывести из игры, ликвидировать угрозу, окончательно решить проблему. Но как ее ни называй, смерть остается смертью. Снайпер любил свою работу и любил смерть. Себя он считал безликим посланником всемогущей, верил, что ему дано право ставить последнюю точку в запутанном жизнеописании своих жертв. Это вносило в его работу привкус мистики и запредельного. Он знал, что рано или поздно смерть призовет и его. Он был готов к этому. Удачный отход с выстрелом он расценивал как добрый знак. Кровь жертвы умасливала злого Бога, которому он верно служил, и чьей непостижимой воле верил в свою жизнь. Он с радостью брался за самые трудные акции. В эти мгновения Смерть была особенно близко, он чувствовал ее за плечом, упершимся в приклад винтовки. И пальцы сладостно вздрагивали, лаская грациозно хищный изгиб спускового крючка, оттягивая момент выстрела. Позволяя смерти еще раз выбрать, взять его или того пойманного в равнодушный зрачок прицела. Снайпер зачехлил винтовку, аккуратно положил на дно большой спортивной сумки. Нажал кнопку на видеомагнитофоне, вытащил вылезшую из панели кассету, сломал крышку. Ролик с пленкой бросил в пепельницу, поджег комок бумаги бросил сверху. Закурил и смотрел, как в огне корежится извивается черная змея пленки. Потом вышел на кухню, вернулся с ведерком воды. Над краем поднималась шапка пены. На руках были оранжевые резиновые перчатки. В этой квартире он прожил три дня. За такой срок отпечатки остаются практически везде. Поэтому снайпер стал методично протирать тряпкой все подряд, двигаясь по комнате от левого угла. Глава 53. Жизнь в перекрестии прицела. Случайности исключены. Москвич, выжимая последнее из движка, еле держался в крайнем левом ряду. Несмотря на поздний час, машины шли по Тверской плотным потоком, то и дело подхлёстывая от тихоходов резкими гудками. Какая-то сила гнала Дмитрия прочь от казино. Нехорошее предчувствие заставляло все сильнее давить на педаль газа. «Белову знает, на уши встанет», – подумал Дмитрий. «Что же он, гад, не предупредил, что за Настей надо не присматривать, а связать и держать дома?» Девчонка вляпалась по уши, да в наше беззаботное детство можно было играть в добровольных помощников милиции. А сейчас это прямая дорога на кладбище. И дался ей этот крот. Белова-то что, он за провал захвата так отгреб, что до сих пор сидеть не может. Наверное, через Настю какую-то комбинацию разыгрывал. А меня, идиота, подписал. Вот вдвоем на пенсию и пойдем. Он на полковничью, а я на старлейскую. Дим, притормози у обочины. Зачем? Дима машинально глянул в зеркало заднего вида. Машины шли плотным потоком. Опасно! Притормози, пожалуйста. Дмитрий послушно ушел вправо, за что удостоился рявкающего сигнала от пронесшегося мимо фиата. Что случилось? Ничего. Настя потянулась к нему, прижалась к шее теплыми губами. Просто за весь вечер ни разу не поцеловались. Так работа лишь, пробормотал Дмитрий, закрыв глаза. Да, улыбнулась Настя. То, что ты не граф Монте-Кристо, я поняла сразу! Ну и Джеймс Бонд из тебя не ахти какой. Тот-то все успевал. Она погладила его по щеке и откинулась на сиденье. Поехали ко мне. Дмитрий на ощупь нашел ее ладонь, сжал пальцы. Нет, Димка, не обижайся, мне одной побыть хочется. Настя освободила руку, достала сигарету, чиркнула зажигалкой. Нашло что-то, ты извини, у меня такое бывает. Одиночество – естественная потребность человека. Так моя мама говорила, вздохнул Дмитрий. Хорошая у тебя мама была, и с сыном ей повезло. Настя глубоко затянулась, выпустив облачко дыма в запотевшее стекло. А моя говорила, что чем меньше мужик знает, тем дольше любит. Философ она у меня. И практик еще тот. Но тебе я, Димка, скажу. Догадался, что мы с Лёшкой не просто друзьями были? Догадался. Жёны ревнивые пилят нежнее. Это не ревность, обида. А я, Димка, сегодня в нем добивала то, что когда-то дура любила. Слава богу, что крохи остались. Не так больно вышло. Пусть моя мамаша и трижды меня умнее, но я все равно скажу. Оставайся таким, какой есть, чокнутым и прямолинейным, как оловянный солдатик. Таким я тебя люблю и любить буду. С деньгами или без мне все равно. Она мягко отстранила, потянувшегося к ней Дмитрия. Поехали, Дим. Проживем эту ночь порознь. Утром встретимся и начинаем жить. С тобой что-то не так, Настя. Знаю, вздохнула она. Как мой благоверный с утра появился, так всё наперекосяк и пошло. Психиатр чёртов. Я после его ухода весь день как на иголках была. Поскандалили по старой памяти. Дмитрий постарался, чтобы в голосе не зазвучали ревнивые нотки. «Нет, тут другое». Настя потерла висок. «Как психованная стала. Что делала, хоть и бей, не пойму. Только сейчас отпустила. Поехали, а?» Он завёл мотор, разогнал машину и нырнул в свободное пространство в среднем ряду, Настя разглядывала ярко освещенные рекламные плакаты и молчала. Когда машина свернула с шумного ленинградского шоссе к Петровскому парку, выбросила недокуренную сигарету в окно. «Дим, к дому подъезжать не надо». «Почему?» «Там опять великая стройка. Осень. Пора откапывать трубы и выключать горячую воду», – грустно усмехнулась Настя. «Я пешком пройду». «Как скажешь», – Дмитрий пожал плечами. «Что с фотографиями делать будем?» «Папа во вторник возвращается. Без него ничего делать не буду. Он предупреждал, что дело опасное, за Кротовым стоят серьезные люди. Лёшке, естественно, ничего не сказала. Сыграла в темно, как выражается любимая папочка. «Пусть они пока побудут у меня». не Настя покачала головой. «Мне с ними спокойнее». «Не доверяешь?» – Дмитрий затормозил напротив её дома. «Глупый», – улыбнулась Настя. «Тебе-то зачем в это дело лезть? У тебя своих не разорвавшихся гранат хватает». «Именно поэтому», – Дмитрий сжал её руку, – «это моя работа». Не тебе с этой сволочью воевать. Ой, какое у тебя лицо злое стало. Дим, ну не принимай, ты все близко к сердцу. Ну бесится баба, замуж давно пора. А она с фотоаппаратом бегает, интервью старых хрычей берет. Успокойся, а? Давай поделим. Половину пачки тебе, половину мне. Так будет надежнее, согласна? Настя закусила губу, задумалась на секунду. Весь в моего папу. Не переубедить. Всегда нужный аргумент найдет. Она открыла сумку, достала пачку фотографий. Половину протянула Дмитрию, вторую сунула обратно в конверт. «Пока, Джеймс Бонд, целоваться на прощание не будем. Утром позвони». Дмитрий проводил взглядом ее фигурку в развивающемся на ветру белом плаще. Поворачивая во двор, она оглянулась и помахала ему рукой. Он в ответ мигнул фарами. Разложил на коленях фотографии. Какой-то седой старик, спрятав кисти рук в рукавах вязаной кофты, стоял на крыльце. Он же сутуля шел, навалившись грудью на ветер, рвущий полы кофты, он же и человек с отутловатым лицом гипертоника. Идут вдвоем по дорожке. Дмитрий собрал фотографии и сунул во внутренний карман куртки. Повозившись, достал записную книжку. Белов, очевидно, после очередного семейного скандала предупредил, что выходные проведет у друга. Дмитрий нашел нужный номер. Судя по первым трем цифрам, Белов сейчас находился где-то в районе Красной Пресни. «Доеду за 10 минут. Пусть сам решает, что делать. Но Настю пора вытаскивать из этого дела за уши». Он повернул ключ зажигания, под капотом москвича чихнул и заглох мотор. «Вот чёрт, неладное! Москвич – вечная машина, раз купишь, больше никогда не продашь!» – проворчал Дмитрий. Во дворе стенного дома громко бабахнул выстрел. Потом ещё. Через секунду ночную тишину разорвал грохот перестрелки. Дмитрий нырнул вниз, стал нашаривать под ковриком пистолет. Перед походом в казино пришлось спрятать. Мимо, оглушительно завывая сирены, пронесся милицейский уазик скрежеща тормозами нырнул во двор. Дмитрий поднял голову. По пустынной улице навстречу несли сиреневые маячки еще одной милицейской машины. Оперативному дежурному ГВД. В результате вооруженного нападения группы неизвестных тяжело ранена гражданка Столетова А.В., пострадавшая направлена в Институт скорой помощи имени Склифосовского. На месте преступления работает бригада МУРа. Материалами компрометирующего характера на гражданку Столетову АВ органы МВД по месту жительства не располагают. Данных о причастности к организованной преступности нет. Цель оправдывает средства. Снайпер ласково погладил грациозно изогнутый приклад Манлихера. Потерпи, уже скоро. Плоская крыша продувалась ветром со всех сторон. Он подышал на пальцы и изготовился к стрельбе. В синеватый зрачок прицела был отлично виден вход в клуб. По движению черных фигур он понял, что вот-вот должна появиться цель. Охрана занимала места по хорошо известной ему схеме. Предстояло отработать самый рискованный вариант, но снайперу нравились подобные трюки. В отличие от большинства стрелков, пришедших в этот бизнес из биатлона и тиров, он был профессионалом, прошедшим школу снайперской войны в условиях крупных городов. Он умел стрелять с крыш, из окошек подвалов, через узкую щель при открытой двери фургона, Мог вынырнуть из канализационного люка. Он знал сотню способов выхода на выстрел из скрытого отхода. Сейчас предстояло отходить с фейерверком. Рез был запредельный. Но в этом и была высшая магия ремесла. Сегодня смерть подойдет особенно близко. Подумав об этом, снайпер невольно оглянулся через плечо, в которое уперся приклад. Никого. Только ночной холодок, щекочущий затылок. Гуга Асташвили сидел в кабинете один. Никто не пришел. Можно было не ждать, получаса достаточно, чтобы понять все. Суки, забились по углам, я их с рук кормил, людьми сделал. Продали. Он встал, зябко передернул плечами. зноб не давал покоя, казалось, холод сочится из стен. Это мандраж, я помню, как Вадик отрясло в Барселоне. Финальный бой, а будущий чемпион валяется в раздевалке, и его бьет такой колотун, что тихо поскрипывает высокие ножки топчана. Центнер мышц а был беспомощным, как мальчишка в темной комнатке. Они же на всю жизнь остаются пацанами, сколько бы наград не заработали. Я тогда вытер всех из раздевалки, сел и гладил его по тяжелой, как у медведя, голове, пока не прошла дрожь. Потом шлепнул по загривку и сказал. "Все в порядке, Вадик. У любого мужчины бывает минуты слабости. Теперь иди и покажи всем, каким сильным ты можешь быть. Иди, малыш, они ждут». Этим маленьким и слабым, что набились на трибуны, нужен пример. Для этого они сюда и пришли. Иди, и пусть они увидят, каким надо быть». Вадик пошел и размазал того негра по рингу. А я не подошел его поздравить. Не стоило портить парню радость. Он так счастливо улыбался, он опять был сильным. Асташвили тяжело вздохнул и ступил пальцы. «Трясёт всего. Сейчас, сейчас», – уговорил он себя в раскачку, как Борис по ковру, меряя кабинет из угла в угол. «Сам бы сейчас». Здесь, принадлежащем ему спортивном клубе, была оборудована персональная сауна, эвкалиптовые доски. Он вдруг остро почувствовал этот запах прокаленного жаром дерева. Нет, не сейчас. Надо собраться и действовать. Крот не мог возникнуть сам по себе. Меня разыграли в дураки. Решили подставить? Очередное ритуальное жертвоприношение на Красной площади? Хрен вам. В дверь постучали. Да. Батона Георгий. Давид выглядел, как побитая собака, Нашли девчонку. Тут такое дело, батона Георгий. Не дали ее взять? Не понял. Мы ее возле дома ждали. Она подходит. Только ее крутить начали. Тут по нам как шмалять начали, двоих положили сразу, машины побили, еле ушли. Девка где? Гуга почувствовал, как горячая кровь хлынула к щекам. Я сам в нее три раза стрелял. Кранты, телки, слово даю. Хрупье замочил козел, а теперь еще и девку. Гуга почувствовал, что звереет, но сил сдерживаться уже не было, и в глазах полыхнули красные круги. Я тебе сказал, живой ее брать! Давид круглыми от страха глазами смотрел на медленно приближающегося хозяина. Гуга резко присел, сгреб парня медвежьей хваткой и, уже не соображая, что делает, кровь ударила в голову, бросил куда-то коронным приемом через себя. Рывок вышел таким мощным, что Давид вырвался из рук, перевернулся в воздухе и мешком. Так падают набитые тряпьем манекены в борцовском зале. Рухнул спиной на стол. Он заорал, лицо сжалось, стало морщинистым, как у захлебнувшегося крика младенца. Гога сбросил его на пол, бил ногами, пока тот не замолчал, обмякнув. Бил, выгоняя из себя страх. Бил, вымещая унижение. Бил за предательство. Пусть Давид был ни при чем, но он был первым, кто подвернулся под горячую руку. Нечего здесь делать. Гуга тяжело перевел дух, вытер платком горящее лицо. «Ашкинази, беру еврея и едем спасать деньги. Пока не прижали всерьез, разбросаю, что можно. А там посмотрим, кто кого». Цель оправдывает средства. Снайпер по суете на крыльце понял. идет. Охрана сноровисто занимала привычные позиции. Тот, кто был целью, всегда пользовался запасным выходом, закрытым для обычных посетителей. Тяга к исключительности сыграла с ним злую шутку. Никто другой из этой двери сейчас показаться не мог. Снайпер осторожно положил палец на спусковой крючок. Металл приятно холодил кожу. Гуга распахнул дверь. Охрана тут же взяла его в кольцо. Он на секунду задержался на последней ступеньке, ноги заскользили на мраморе, покрытом незаметной ледяной коркой. Ухватился рукой за перила. Что-то стукнуло в грудь. Он нохнул, Показалось, что во дворике разом погасли все фонари. Скольжение стало непоборимым, неудержимо тянуло вниз, засасывало в холодную пустоту. И вдруг, с новым толчком, темнота взорвалась миллиардами ярких огней. Снайпер положил одну пулю Гоги в грудь, вторую в голову. Была возможность всадить еще одну, но он удержался. Заказчик потребовал работать под Скорпиона, парным выстрелом. Риск возрастал вдвое, но и вдвое была увеличена цена, Через мгновение после выстрелов охранники сбились в кучу и, как муравьи, облепившие личинку, боком двинулись к взревевшей движком машине. Снайпер схватил коробочку пульта до отказа нажал единственную кнопку. В дальнем углу двора раздался трескучий взрыв. Эхо исказило звук, показалось, что кто-то неумело бьет из автомата. Охрана, как и рассчитывал снайпер, не выдержала. Гулко ударили два выстрела, потом сразу же отрывисто закрохотали короткоствольные автоматы. Снайпер вскочил, размахнулся и разбил в щепки приклад винтовки. У него было ровно 5 секунд, чтобы добежать до единственной вентиляционной трубы. Потом длинным рывком до края крыши и вниз. Эти два простреливаемых и просматриваемых со всех сторон участка он перекрыл, используя шумовую гранату. Те внизу, орущие на своем гортанном языке, невольно настроены на отражение налета вооруженной группы. Им сейчас не до одиночки, петляющего по скользкой от мороси крыши. Он тысячи раз, вытянувшись на полу квартиры и закрыв глаза, проигрывал всю акцию, от начала до конца, от выхода на выстрел до отхода. Сознание незаметно вплетало в расслабленные мышцы команды. Мышцы чуть заметно вздрагивали, реагируя на образы, рисуемые воображением. Движение вошло в тело задолго до того, как стало реальностью. И теперь тело жило само собой, нужно было только не мешать ему, не думать, действовать не рассуждая. Гуга открыл глаза, Тут же слабый свет закрыло что-то темное. Он напряг зрение и еле разгладил черты незнакомого лица. Хотел рукой отстранить человека, видеть свет, яркий дневной свет, а не эту белесую муть. Он был молодым и сильным. Шли последние отборочные соревнования перед первенством Союза, а дальше – Олимпиада. И если удастся выйти в финал, будущее он себе обеспечил. Страна тогда еще не научилась забывать и передавать своих героев. Противник выпал неудачный, кряжестый и туповатый парень, явно из рода деревенских силачей. Ни гибкости, ни техники. Одна дурная сила. Гога мотал его по ковру, но тугая масса мышц не поддавалась на бросок. Гога стервенел, чувствуя, что упускает победу. Его предупреждали, для включения в сборную она должна быть красивой, чистой. Наконец ему удалось прижать горячее потное тело к себе, завести руки противника за спину, Гога гортанно выкрикнул, отрывая того от ковра и взваливая на грудь. До коронного броска прогибом осталось одно мгновение. В рывок Гога вложил все: злость, жажду победы и жажду того сытого безоблачного будущего, что отнимала у него эта тупая деревенщина. Но нога скользнула по пятну пота на ковре. Гога потерял равновесие и рухнул спиной на ковер. Противник рухнул со всей массой ему на грудь, выбив из легких весь воздух. Показалось, что паровой молот размажил ребра, от боли стало темно в глазах. В себя он пришел только в раздевалке. Нос раздирала едкая вонь. Он поморщился и открыл глаза. Звуки нахлынули разом со всех сторон. Говорили громко, не обращая внимания на очнувшегося Гогу. Сломал ребро. Чуть-чуть не проткнуло сердце. «Можно списывать. На ковер ему больше нельзя», – услышал он. Он прислушался к себе. Эти громогласные были правы. Грудь заливала огнем, но не ребро в нем сломалось, что-то другое. Там под плавящимся в жаре сердцем залегла холодная льдинка. Гога понял, это смерть. Отметина на всю жизнь. Жизнь не можно, забыть о ней. нельзя. Можно выходить на ковер, не позволяя себе думать о поражении. Это очень просто. А как не дать себе думать о смерти, когда она здесь, под сердцем, навсегда? Гога попытался встать. Надо уметь ходить и говорить нет. Именно с этого начинается мужчина, учил его отец. Чья-то холодная ладонь легла ему на лоб, вжала голову в жестко из голове топчана. Лежи, Гога, не вздумай вставать, пошевелишься, смерть, произнес незнакомый голос. Гога почувствовал, как чья-то ладонь легла ему на горячий лоб. Помоги встать! прошептал он, пытаясь разглядеть наклонившееся над ним лицо. Лежи, Гога, не вздумай вставать, пошевелишься, смерть, произнес незнакомый голос. Машину подбросило на ухабе. Тело отозвалось жгучей болью. льдинка под сердцем хрустнула, и обрушилась темнота. Теперь уже навсегда. Снайпер знал. Раньше, чем через три минуты, его искать не начнут. Личная охрана надрессирована моментально покидать место нападения, увозя клиента живого или мертвого, а боевиков, дежуривших в клубе, можно еще выгнать на улицу, сориентировать и поставить на след. Но уйти тихо не получилось. Едва ноги коснулись земли, он услышал за спиной крик. «Вон он!» Вляпался. Его предупреждали, что все без исключения ларьки вокруг кабака, как и везде, где регулярно бывал Гога, превращены в посты наблюдения. А любой подозрительной активности немедленно становилась известна службе безопасности. Но это была профилактика. А если ожидали прибытия Гоги, на улицу выгоняли парные наряды с рацией, кто знал, что они так быстро сориентируются? И кто знал, что топтуны окажутся именно здесь, именно в этот момент? Спокойно, играем мокрый вариант, только тихо. Он беззвучно опустил сумку на землю, достал пистолет, снял с предохранителя. Они были уже совсем близко. Снайпер отчетливо видел их силуэты через щель между мусорными баками. Прижался спиной к стенке и медленно поднял ствол пистолета. Затаил дыхание. Пистолет с глушителем не винтовка. Надо подпустить цель на минимальное расстояние. Померещилась, сказал один. Бля, буду видел, только успел ответить второй. И, взмахнув руками, опрокинулся на спину. Ты чё? Удивился первый. И как подкушенный рухнул рядом. Снайпер выбрался из-за баков. Осмотрел пустой дворик. Никого. Он быстро снял куртку, вывернув наизнанку. Теперь из пятнистой серой она стала черной с цветными шевронами на рукавах. Из кармана достал кепку, парик был пришит прямо к подкладке. Свои волосы всегда стриг коротко, именно для таких приемов. Теперь на воротник куртки падали жесткие светлые локоны. Через минуту, никем не замеченный, он вышел на оживленную улицу, ведущую к метро. В ярких пятнах света, бьющего из ларьков, топтались группки безликих горожан. Из ларьков на все лады неслись песни о тяжелой воровской доле. Глава 54. Повод к войне. Случайности исключены. Неизвестно, на какие рычаги надавил куратор, но Белова, ко всеобщему удивлению, оставили в покое. Конечно, покой был временный и относительный. Начальство затаилось, ожидая повода для теперь уже последнего разбирательства. А чтобы служба не казалась медом, применили классическую экзекуцию. Приказали подготовиться к проверке секретного делопроизводства. Третий день весь личный состав отдела, как школьники, оставленные после уроков, изощрялись в чистописании. Писанину ненавидели все, а составляла она больше половины трудозатрат опера. Барышников, назначенный классной дамой, со своего места обозревая тихо матерящихся оперов, склонившихся над группами пухлых папок, время от времени изрекал максимы бывалого опера. «Сынки, это литератор не должен проживать дня без строчки, а опер живет так. Сделал шаг, Написал две справки, три докладные и одну аналитическую записку. Тем самым вы даете пищу для ума начальства и страхуетесь на все случаи жизни. Даже самый бестолковый шеф, увидев вашу писанину, поймет, что не может быть круглым дураком тот, кто накропал такой талмуд. И отношение к вам будет соответствующее. Короче, чем больше бумажек, тем чище задница. Так что пишите, сынки, не ленитесь. В ответ раздавался бурлатский стон. Белов, запершись в кабинете, перебирал содержимое сейфа. Знал, кого-кого, а его будут трясти в полный рост. «Набирать негатив», – так говорят кадровики. Зазвонил телефон. Белов, чертыхнувшись, снял трубку. Сразу же захотелось разбить ее голову человека на другом конце провода. Арсений Яровой, судя по дикции, был близок к полному алкогольному отравлению. Белу уже набирал в легкий побольше воздуха, и готовясь послать так и туда, чтобы у Ярового навек отбило охоту звонить по этому номеру. Потом вспомнил, что так и не вербанул Арсения. С ненавистью посмотрел на пухлые папки. Или реальная работа, или имитация кипучей деятельности и бумагоморательства. Вывод напрашивался сам собой: Все ясно, буду! Он посмотрел на часы через 15 минут. Белов брезгливо поморщился, когда Яровой, пролив полстакана на грудь, влил широко распахнутый рот водку. «Блин, банкир хренов, а жрёшь водку, как сапожник!» – проворчал Белов. «Тоска с тобой, Арсений, как встреча, так ты в синьку пьяный!» «Ой, какие мы!» – Яровой был на грани потери сознания. «А я не банкир уже! Усё, лавочка сгорела!» «Это когда же вы успели?» – насторожился Белов. «Игорёк, аккурат в пятницу накрылись медным тазом. Вплыло только сегодня!» Начальством глядит веревку, кто поумнее чемоданы пакует. Председатель уже сегодня получил первое китайское предупреждение. Кто-то лупанул жаканом по его распоследней модели Мерса. Горим бляссиним пламенем. «Как же вас так угораздило?» Белов поковырял вилкой в тарелке, обвел глазами ставшую привычную обстановку. Мысленно попрощался с явкой. «Если Яровой слетит с должности, халяви конец». «Элементарно» пятницу заявились в конце дня пиджаки, сунули в нос мышонку из депозитария бумагу с печатью и выгребли векселей на полмиллиона. Доверенность оказалась липой. Короче, банк просил на количество миллионов баксов. «Почему?» – удивился Белов. «Да потому, блин, что фирма Рус и Ин, чью доверенность слепили, а протестовала все, А банк теперь обязан покрыть издержки. Причем тихо. О таком на всех углах не базарят». «А как же вы все за субботу вычислили, день же не рабочий?» В беловой воли проснулось профессиональное чутье. «А у нас главбух чокнутая. Дню и ночуют на работе. В пятницу у нее что-то не сошлось, приперлась в субботу с утра, запросила из компьютера данные по операциям за неделю, ну и намылила выдачу векселей из депозитария. А они, между прочим, были в доверительном пользовании банка. Позвонила домой начальнику депозитарного отдела, а тот ни ухом, ни рылом». Что ты тут водку жрешь? Идируй землю, тебе за этой бабки платят. Нашел дурака. Векселя в тот же день перепродали. Кто-то некисло наварился. Потряси банковских мышей. Должны же быть концы. Без меня потрясли. Ярвы шмыгнул носом. Мышонка из депозитария завтра хоронить будем. Это он дурачи на выдачу завизировал. Щегол еще третий курс института. Ясно. Рубят концы. Белов не удержался и потянулся к бутылке. Кого подозреваешь?» – мимоходом спросил он. Яровой за западни не почувствовал. «Меньше всего этого мальчишку». Яровой растер по красному лесу липкую испарину. «Может, и был в доле, да делиться даже грошами не захотели. Скорее всего, на него просто перевели стрелки. Тут работал эксперт, а прикрытие обеспечивал какой-то крупный чин. Наиболее вероятно, начальник депозитарного отдела. Тот еще жук. По моим данным, имеет прямые выходы на армянскую группировку. А от тебя никто не подозревает?» – влепил заранее подготовленный вопрос Белов. «Не понял». Яровый заметно вздрогнул, краска в миг слетела с лица. «Что разом взбледнулась, Арсений?» – усмехнулся Белов. «Так уж сложно допереть, да?» Он пальцем как крючком зацепил воротник рубашки Ярового. Рванул. Когда тот ткнул своему голову в плечо, Белов до хруста сжал липкую шею Ярового. «Тихо, мент!» – прошептал он в самое ухо. «К тебе приходили от того питерского мужика?» «Да!» – просипел Яровой. «И ты им помог закадрить мальчика из депозитария». «Нет, без меня обошлось, клянусь богом!» Белов оттолкнул его от себя, вытер о а пиджак, испачканный в испарении руки. «Ты им, сучара, в Питере подписку о сотрудничестве дал. Я не спросил, а ты промолчал. Надеялся, что Белов лопухнется. Я с таких, как ты, при Андропыче, светлая ему память, погоны с мясом срывал». «Вспомнил!» – сплюнул Яровой. Белов прищурился, но промолчал. Достал из кармана листок, положил перед Яровым. Что это? Насторожился тот. Меня жаба задавил, Арсений. Кому не попадя подписки даешь, а я тебе уже сколько терплю и все даром. Ставь за корючку, не тяни. Про подписку уговора не было. Баран ты, Арсений. Белов опять вытянул руку, но Яровой успел шарахнуться к стене. Что страшно? А жить тебе не страшно? Мальчишку замочили, а тебя в назидание потомкам жить оставят. «Мне твоя подписка, как духлому зайцу огурчик, что я ею от пули прикроюсь?» «Ошибаешься», – покачал головой Белов. «Сначала подписка, потом письменные показания, мелким почерком с мелкими подробностями. И я гарантирую тебе полную безопасность». «И до конца дней держишь за оба яйца?» «Ну, если считаешь, что кто-то будет держать нежнее...» Белов потянулся к листку. «Но когда тебе агрегат с корнем вырвут, ко мне не беги, я ниткой с иголкой не владею, пальцы не те». Грубая очень. Стой! Яровой перехватил его руку. Условия. Да какие могут быть условия? Удивился Белов. Берешь ручку и пишешь. В комнате отчаянно затрезвонил телефон. Белов сорвался с места, сердцем почувствовал беду. «Да», – едва переведя дыхание, сказал он в трубку. В ответ раздался истерический крик, пробившийся через треск помех. «Кто это? Настю? Я же тебя, дурака, предупреждал, не на шах от нее. Понял, уже еду. Белов ворвался в кухню на ходу, натягивая куртку. Арсений, ключи! Какие ключи? Герой успел допить бутылку и теперь еле ворочил языком. От твоей Тойоты, баран! Не выдержал Белов. Сейчас нарисую. Яровой сунул сразу обе руки в карманы, заляпанных закуской брюк. не хе, -хе устроился. Хату отобрал, машину отбирает, сейчас еще сучку привезет, а меня на мороз выбросит. Пока он копошился, Белов взял листок, убедился, что за корличкой Ярового на месте, сложил пополам и спрятал в нагрудный карман. И лицо его закаменило, но Яровой этого не видел. Как только связка ключей упала на ладонь Белова, он без замаха врезал правой в подбородок Яровому. Тот отлетел к стене, забился в угол и заскулил. – Это тебе за сучку! – Белов потер онемевший кулак. Если к моему приходу не настрочишь показаний, дам за светлую память товарища Андропова. Мало не покажется, и не вздумай, козел бросится в бега. Сиди здесь и жди меня. Через 15 минут он влетел в палату. Дежурная сестра потянула его за рукав, но он резко вырвался. Сидевший у куки милиционер повернулся на шум. Лицо у него было осунувшееся от недосыпания, с набрякшими под глазами мешками. Усы свисали к уголкам губ. Можно служить в милиции, можно быть врачом, но находиться в этих схожих близостью к краю и постасях одновременно уже перебор. По всему было видно, мужик дошел до ручки, и жизнь, которая как не тушься, а все равно уткнется в больничную койку или тюремные нары, ему давно опостылила. Тихо. Вы Белов? Да. Она назвала ваше имя, все просила позвонить, пока не потеряла сознание. Что с ней? Белов понял, что боится подойти ближе, боится услышать то, что сейчас скажет ему этот усач, выжатый ночными дежурствами в Склифосовского, давно превратившегося в общегородской городской военно-полевой госпиталь. Проникающая в легкое, и еще одна в бедро, но это легче. Ее надо готовить к операции, а вы, затянула медсестра, выйди, Маша! Милиционер сказал тихо, но таким тоном, что Маша пулей вылетела из палаты. Кто такой Кротов? Вопрос был задан резко, как на допросе. Белов непослушными пальцами развернул удостоверение. Милиционер покрутил ус и вздохнул. Час от часу, родственница или сотрудник. Неважно. Белоу уже успел взять себя в руки. Что она сказала про Крутова? Говорила, что нашла фотографии в сумке. Все. Да вы свяжитесь с оперативным по городу. Там уже должна работать бригада, а сюда опер только утром придет. Никто сюда не придет. Это дело ГБ, понял? Он не сообразил, что сгоряча ляпнул давно отмененные название конторы. Но милиционер был тёртый и жизнью хорошо ученый, в отличие от любомудрых теоретиков, был практиком и знал, что не в вывеске дела, а в сути. Туда, где замешана безопасность государства без лишней надобности лез не хотел. Уже две минуты как понял: Судя по голосу, был даже рад спихнуть это дело на неизвестно каким боком причастного к нему Белова. Сумка её у меня внизу, пойдем. Белов сделал над собой усилие и подошёл к койке. Заглянул в заострившееся лицо Насти, едва коснулся мокрого от испаренного лба и отдернул руку. «Ну, суки, кровью умойтесь». В погруженном в полумрак коридорчике приемного покоя пахло бедой, дезинфекцией, йодом и кровью. Белов посторонился, пропуская к лифту каталку с тихо стонущим человеком, до самого носа укутанным простыней. Рядом шла медсестра, держа на полусокнутой руке банку капельницы. Прозрачная трубка уходила куда-то под простыню. За медбратом, толкавшим каталку, семенила растрепанная старушка и все время мелко крестилась. Сначала себя, потом того под простыней. Дверь в одной из секций приемной распахнули, и в полосе света, вырвавшегося в коридор, Белов увидел Дмитрия. Тот сидел на жестком диванчике, свесив голову на скрещенные на коленях руки. Услышав приближающиеся шаги, медленно поднял голову. Разглядел Белова и тут же вскочил. «Игорь Иванович!» Он с трудом вздохнул. Убить меня мало, не сберег! В двух шагах был. Как вас угораздило? Белов отвел глаза. Щеки Димки были мокрыми. В казино были. Там ей фотографии передали. Она Кротова нашла. Ну того, что в завозке от инфаркта умер. Я еще в эту клинику на острове свой выходной мотался. Вы еще просили никому не говорить. Тихо. Белов, что из сил, нажал локоть Дмитрия, оттащил в темноту. Где фотографии? Часть у нее, часть у меня. Дмитрий достал из кармана пачку. Белов повернулся к неяркому свету, идущему из окна, быстро перебрал фотографии. И Кирюха Журавлев там. Черт его дери! пробормотал он чуть слышно. Что вы сказали? Ничего. Белов сунул пачку фотографий в карман. Пойдем, молодой, сейчас покажу, как надо избавляться от комплексов. Неприкасаемые Ресторан был маленький, всего на десяток столиков, спрятавшихся в глубоких затемненных нишах. Хозяина сразу же предупредили: никакого стриптиза, платных лабухов и накрашенных девиц. Публика будет собираться солидная, ценящая тишину и конфиденциальность. Уголовников, попытавшихся поставить ресторанчик под контроль, отшили сразу же, жестко и без лишних разговоров. Пригласили для переговоров за кольцевую автодорогу и изрешетили из автоматов. Сюда заходили скоротать вечерок, приехавшие в Москву серьезные люди из регионов. Здесь, прямо за столиком, решались кадровые финансовые проблемы. Тихо и неспешно под приглушенную музыку. Лис примелькавшихся на экранах телевизоров здесь ни разу не замечали, но дела прекрасно делались и без них. Салин отрезал кусочек парной говядины, положил в рот и стал медленно жевать, закрыв глаза. Отменное качество продуктов было еще одним условием благополучия хозяина ресторана. Шеф-повар из старых цыковских кадров вкусы посетителей знал отлично: готовил по-домашнему без новомодных экзотических вывертов. Решетников подлил себе чистой, как слеза водки, выпил крякного удовольствия. «Угодил я тебе, а?» Сарин открыл глаза и удовлетворенно кивнул. «Ничто так не успокаивает, как хорошая еда. Ты не находишь?» «А что тут думать?» – усмехнулся Решетников. «Все мы звери, кто в шкуре, кто в пиджаках. А сытый зверь всегда спокоен». «Это к нам». Салин кивнул на вошедшего в зал человека с непроницаемым лицом хорошо выдрессированного добермана, промокнул губы салфеткой и помахал тому рукой. «Слушаю тебя, Владислав!» Человек-доберман молча протянул листок. Салин развернул его, прищурившись, прочел написанное, положил рядом с тарелкой. «Что еще? Владислав достал из кармана тяжелые часы луковицу, отщёлкнул а крышку. Ровно семь минут назад по каналам Итартас прошло сообщение. Он защёлкнул крышку часов. Смертельно ранен Асташвили. «Спасибо, Владислав!» – кивнул Салин. «Можешь идти!» Салин отодвинул тарелку, достал пачку ментоловых сигарет. Медленно раскурил. Подбежавший официант поставил перед ним пепельницу и тут же скрылся. «Прочитай!» Салин протянул решетникову бумагу. Тут быстро наискосок пробежал по строчкам взглядом и покачал головой. «Снимай шляпу!» Салин слабо улыбнулся, но по всему было видно, что похвала друга доставила ему удовольствие. «За такое и выпить не грех!» Решетников потянулся к запотевшему лафитничку с водкой, или в офис поехали?» «Нет». Салин затушил сигарету и приподнял свою рюмку. «Пусть теперь подсидерцев работает. Ему, бедолаги, больше ничего не остается. «Весьма срочно. Товарищу Салину В.Н. Старший группы прикрытия объекта Ассоль сообщает, что в 20.24 на Ассоль было совершено нападение группы неустановленных лиц. Исходя из поставленной задачи, старшей группы принял решение оказать вооруженный отпор». В ходе огневого контакта ликвидировано двое нападавших. Предположительно имеется раненые. В группе потерь нет. Сопровождавший Ассоль Объект Принц в перестрелке не участвовал. Объект Ассоль получил тяжелое ранение, доставлено в институт скорой помощи имени Склифосовского. Нами зафиксирован приезд Объекта Белый. После посещения палаты Ассоль он срочно выехал к месту работы имеется аудиозапись разговора, состоявшегося между Биллом и принцем, из которого можно заключить, что Белый намерен реализовать информацию, полученную им от Ассоль. Принцем переданы фотографии, сделанные Ассоль в известном вам адресе. Неприкасаемое. О том, что Белов, задействовав показания Насти, снятые дежурным опером Склифосовского, и приложив листики с корявым почерком Ярового, срочно, невзирая на невменяемое состояние доставленного в управление, легко добился разрешения на захват, Подсидерцев узнал спустя пять минут после того, как Белов объявил это своему отделу. Первым отстучал Семенов. Других талантов, кроме стукачества, у блатного мальчика не было. Потом его звонок продублировал всегда медлительный барышников. Сразу же отметил для себя подсидерцев. Кто-то невидимый, но достаточно влиятельный дернул за ниточки, склонив чашу весов в пользу Белова. Подсидерцев, недолго думая, набрал номер начальника Белова. Подсидерцев говорит. «Привет, Леонид Трофимович. Хочу спросить, кого это там решил травить твой белов. Ой, не надо, начальник отделения и не знает, чем занимается его основной кровопийца. Как узнал про травлю? Брось, Трофимыч, всю жизнь в органах а такие вопросы задаешь. Вот-вот, тебе небось трупы в отделении не нужны. А Беловых разом организует, потому что я сейчас в том же месте в тот же час буду брать человека. Да на нем Дорса терроризм висит. Он с пеленок воюет, и не дай бог они усилили охрану. От беловских орлов там только перья полетят. Короче, слушай меня, сейчас к тебе подъедет мой человек. Да никто тебе за жабры не хватает, слушай, Леонид Трофимович. Шеф твоей управы за то, что вместо родины начал банки охранять, пинком под зад получил, так? Что сейчас начинается? Правильно соображаешь, чистка кадров, а на пенсию тебе еще рановато. Намек понял? Согласуем. В захват проводят мои, за их спинами входят беловские опера. Нет, я возьму только своего. Да пусть подается, я еще посодействую, чтобы ему медальку на грудь повесили. Он бросил трубку, вытер платком влажную ладонь. За спасение утопающих медаль нужна. Это точно, прошептал подсидирцев. Он достал из папки фотографии Крутого и Журавлева, положил на стол. Долго всматривался в их лица, потом снял трубку внутренней связи. Дежурный. Группу А. В ружье. Старшего группы ко мне в кабинет на инструктаж. В группу захвата специально отбирались люди с цепкой памятью на лица. В любых условиях, как бы ни сложился бой, они были обязаны выполнить специальную задачу обнаружить и взять под контроль тех, чьи фотографии им дали запомнить. Взять под контроль следовало понимать двояко: Но в зависимости от приказа, это могла быть эвакуация любой ценой, живым или мертвым, или обязательная и безусловная ликвидация на месте обнаружения. Глава 55. Последние усилие. Когти орла. Улов раздавил в пальцах последний цилиндрик экстренной связи, откинулся в кресле и закрыл глаза. Мотор мерно урчал на холостых оборотах, обогреватель гнал в салон теплый воздух. Он выбрал самое надежное место для экстренного контакта. Справа от него, в перекрестии прожекторов, высилась гранитная фигура Тельмана, на плечах и кепке вождя немецкого пролетариата лежала белая корочка нетающего снега. Заперинговав вместо выхода в эфир, в Ордене догадается, кого именно он вызывает на встречу. Здесь состоялась первая встреча с посланником. Сигнал именно с этой точки должны были понять однозначно. Добытые Олафом сведения требуют экстренного доклада личного руководителя операции. Через 17 минут рядом с машиной Олафа заскрипели тормоза, из черного джипа вышел высокий поджарый мужчина, поднял воротник пальто, осмотрел пустынную площадь. Улов сунул пистолет в кобуру, все это время держал его на коленях и дважды мигнул фарами. Посланник сел в полоборота, цепким взглядом осмотрел Максимова. "Ты уже на грани, Улов", констатировал он. "У самого", отметил Максимов. Со времени последней встречи седины не прибавилось, но под глазами залегли серые тени. Могло быть и хуже. Максимов вспомнил Самвела и его людей. «Угроза вторжения?» «Да». Посланник кивнул. «Объявлено почти месяц назад, а теперь докладывай, Олов. Максимов откинул голову на подголовник кресла, закрыл глаза. Так было легче сосредоточиться. Предстояло четко и кратко рассказать то, во что обычный человек вряд ли поверит. Умение отметать все наносное, не ударяться в самокопание или бахвальство, не дать воли эмоциям, все это приходит с опытом. Ничто так не говорит о качестве воина, как его доклад после битвы. Все ясно», – начал посланник, как только замолчал Максимов. «Кстати, уложился всего за 4 минуты». Потому как посланник посмотрел на часы, Максимов догадался, что ему дорога каждая секунда, а чего-то главного посланник для себя еще не решил. «Проблемы?» – Максимов решил прийти ему на помощь. «Правильно сделал, что вызвал меня. Чуть-чуть не лопухнулись». Посланник суеверно сжал кулаки. «Мы, естественно, получили информацию, что Гаврила усилил охрану дачи. Там сейчас семь хорошо вооруженных боевиков. Но то, что они имеют приказ Сигуа ликвидировать всех, путает все карты. К тому же не исключено, что в игру вот-вот вступит под Сидерцев. Ему надо спасать себя и операцию. В средствах он стесняться не станет. Могу себе представить, что скоро будет твориться на даче. Брать ее с боем мы не можем, а тихо пропустят только тебя». «Надо возвращаться, Олаф!» Посланник скользнул взглядом по лицу Максимова. «Выдержишь!» Максимов прислушался к себе. Сквозь боль и усталость откуда-то изнутри поднималась горячая волна. Опять захотелось схватки. Вместо ответа он молча кивнул. «Операция практически завершена, мы только что вычислили филиал банка. Его надо заплакировать, но это я беру на себя. На даче остался наш человек. Его зовут Бруно, Техническую часть работы возьмет на себя он. Твое дело – прикрытие. Любой ценой. От Бруно я чуть не лопухнулся, успехнулся Максим. Думал, что работает на Гаврилова. Мои поздравления, легенда и агент просто идеальные. Сам ему и передашь. Для него это первое серьезное задание. Кстати, когда вычислил, что он работает на Орден? Практически в последнюю минуту. Если бы он не прокололся на загадке о трех стаканах воды, я бы завалил всех на даче, плюс Гаврилова вас группой обеспечения и ушел, А так пришлось вызвать огонь на себя. Максимов пошевелил с затекающими от усталости плечами. Всё, время. Первое. Обеспечь завершение работы Бруна. Любой ценой. Второе. эвакуировать после выполнения задания. А Кротов, Либо я его, согласно контракту с гномами, отправляю на тот свет, либо вывожу вместе с Бруно. Знает он много, может пригодиться, а? Старик тебе симпатичен, так? Посланник положил ему руку на плечо. Но договор с гномами важнее. А перстень нельзя носить одновременно на двух руках. Все ясно. Максимов достал из кармана две карточки полного картона. Это контрамарки. Если не я, пусть на контакт с администратором выходит наш человек. Паролем будет мое имя, Олов. Хорошо. Посланник взял контрамарки. А это тебе. Он положил на колени Максимову кожаную сумку. В ней был полный комплект для чрезвычайных ситуаций. Микропередатчик экстренной связи, взрыв пакета ослепляющего и парализующего действия, капсулы с летучей жидкостью, стоило разбить такое о пол, и через 3 секунды взрыв, разорвав стеклянную оболочку, наполнял помещение тысячи мелких осколков, покрытых цианистым калием. Отдельно хранились шприцы-тюбики с мощным обезболивающим, способным снять боль даже при отрыве конечностей, и один с красным колпачком, яд, действовал моментально, мгновенно избавляя от страданий. Он дождался, пока Максимов приснегнёт сумку к ремню, заглянул в глаза и тихо сказал «И да хранит тебя Господь!». Не дожидаясь ответа, вышел из машины, мягко закрыв за собой дверь. Проводив взглядом машину посланника, Максима полез в задний карман брюк, достал маленький бархатный мешочек, в котором хранил руны, потряс тихо скрипнули трущиеся друг от друга плоские камешки. Он, не глядя, вытащил одну, поднес к свету. Выпала руна огня. Впереди его ждали полное раскрытие тайны, свет, разметавший тьму, и огонь, который уничтожит все, чтобы из пепла прошлого можно было излить золотые крупинки опыта. Бруно, в ваш адрес направлен Олаф с заданием обеспечить прикрытие завершающего этапа, при осложнении обстановки разрешая огневой контакт. Удачи, Бруно. Норт. Цель оправдывает средства. Ашкинази отправил в рот последнюю пригоршню арахиса, скомкал жалобно писнувший пакетик и тяжко вздохнул. Припасы съезд снова кончились, а нервная дрожь не унималась. Он обвел взглядом полуподвальное помещение. Даже ремонт не смог скрыть убогой первоосновы бывшего Жековского клуба. Честно говоря, особо и не старались. Пашкина здесь сам настоял, чтобы излишнего евроремонтного блеска не наводили. По документам здесь размещалась аудиторская фирма с мизерным оборотом и малочисленным персоналом. Зачем же излишней роскошью привлекать нездоровое внимание? Тот самый филиал, что по бумагам должен был находиться в шикарном офисе в центре Грозного, прекрасно разместился в полуподвале типовой многоэтажки на окраине Москвы. В трех комнатах обрабатывалась и велась вся банковская документация. Если судить по ней, то филиал МКБ постоянно выдавал суды клиентам, инкассировал выручку, играл на курсе доллара. Короче, занимался тем, чем и полагается заниматься банку. Вся эта бумажная активность служила прикрытием для средств, поступающих для Гоги от его боливийских патронов. По операциям с наркодолларами велась иная отчетность, не менее тщательная и контролируемая. Всю работу в филиале взяло на себя семейство Кагановых дальние родственники Ашкинази и старые партнеры по не совсем законным делам. А откуда могут быть, скажите мне, законные дела в стране, считавшей частный интерес отдельной личности, реализовавшейся в частную собственность, высшим криминалом? Вот и пришлось уйти отпрыском славной фамилии биржевых спекулянтов в подполье. В переносном и буквальном смысле слова. Работали семейным подрядом, потому что дети и внуки Гаганова, как и положено в приличной семье, пошли по стопам деда. Дед и следил за всем, ежедневно первым являясь на службу в полуподвал. Среднее поколение разрабатывало стратегию банковской деятельности, давая 100 очков форы многим легальным банкам. А молодежь, шустро соображающая, но еще не имеющая должного опыта, работала простыми клерками. На них же висела ответственность за работу компьютеров, потому что среднее поколение обходилось калькуляторами, время от времени перепроверяя себя на обычных бухгалтерских счетах. А дед Каганов, несмотря на седую голову и склеротический румянец, прекрасно считал в уме и мог по памяти восстановить отчетность за любой квартал прошлого года. Ашкинази перелистнул страничку балансовой ведомости и проворчал: Деньги, будь они неладны, все хотят их иметь, даже те, кому это противопоказано. А зачем Гоге их было столько? Он осёкся, сообразив, что сказал о Гуге в прошедшем времени. Потом вспомнил, что приехал сюда, чтобы подготовить отчетность для передачи дел Крутову на душе сразу же полегчало. Нет, Гога это одно, а Савелий Крутов совсем другое. Он защелкал клавишами калькулятора, потом вдруг остановился и беспокойно потянул носом. В комнате он был один, но тем более странным показался нежный аромат овощного рагу, назойли валевший в ноздри. Аж глотнул слюну, толстый живот заурчал, требуя новой порции успокоительного. Желательно не импортной сухомятки, а домашней пищи, приготовленной с любовью и по всем правилам. Ашкинази принюхался, сейчас же отчетливо запахло курицей в молоке. Просто бред какой-то. Он вытер взмокший лоб, больше о делах думать было не вмочь. За дверью в дальнем конце коридора тихо звякнула посуда. Ашкиназив вспомнил, что он не один. Охранник, молчаливый бородатый парень, должен был сейчас сидеть в коморке у входа. Из нее-то и тянуло головокружительным ароматом разогреваемого ужина. Попросите ли сам догадается, подумал Ашкинази. Чёрт с два догадается. Кто у нас думает о ближнем? Мы о них вспоминаем, когда надо занять денег. Ох, эти мне деньги. Он оттолкнул от себя папки с отчётностью, уже собирался встать и идти на запах, когда у входа послышался какой-то шум. Потом громко звякнула посуда. Ашкинази судорожно икнул и застыл в кресле. Дверь неожиданно распахнулась. Человек в чёрном долгополом пальто бесшумно вошёл в комнату и навёл пистолет на Ашкинази. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, был цилиндр глушителя. Черная дырочка смотрела прямо ему в глаза. Когти орла Первое, что увидел Ашкинази, открыв глаза, были пальцы. Точёные и чуткие пальцы музыканта. Сначала подумалось, что это бред, он с трудом отогнал от себя наваждение и приподнял голову. Пальцы нежно поглаживали полированное тело пистолета, чуть сдрагивали, касаясь вареной стали. «Хватит страдать, Александр Исаакович!» – услышал Ашкинази ровный грудной голос. «Очнулись же!» Ашкинази вздохнул. Надо было приходить в себя. Эти пальцы, как он понял, были достаточно сильны и жестки, чтобы сделать очень и очень больно. «Что вам надо?» – просипел Ашкинази. В горле так пересохло, что, казалось, его ободряли наждаком. «Во-первых, вас никто не собирается убивать. Ни здесь, ни потом. Запомните это, чтобы больше не падать в уморок. Во-вторых, мне потребуется ваша помощь. Кто вы? Ашкинази заставил себя внимательно вглядеться в сидевшего напротив человека. Лет 40-45, густые волосы с проседью. Благородное костистое лицо. Спокойный, немного равнодушный взгляд уверенного в своих силах человека. Никого из знакомых или случайно встреченных за последние годы он не напоминал, в окружении Гуги все больше крутились люди и людишки с несмываемым пятном криминального прошлого. Среди тех, с кем приходилось крутить дела, таких тоже не было. Там, как отличительный признак касты, у всех в глазах горел огонек нездорового азарта, время от времени сменяющегося тоской перед неминуемым и всегда близким нехорошим концом. Лично я с вами не знаком, но на днях вы оказывали услугу моему знакомому, сопроводив его в театр. Незнакомец мягко улыбнулся, но глаза остались холодными. Ашкинази как от удара откинулся в кресле, цепив руки на животе, в котором больно заворотился тяжелый комок. Он затравленно посмотрел по сторонам. В комнатах бесшумно двигались люди в черных комбинезонах, лица закрывали черные вязаные маски. Одни собирали в пластиковые мешки все попадающиеся под руку бумаги, другие наоборот доставали из своих мешков ворохи бланков и бумаг и раскладывали на освободившиеся места. Двое, подсвечивая себе тонкими фонариками, копались во внутренностях компьютеров. Что они делают, Ашкинази недоуменно уставился на человека в черном пальто. Сейчас мы соберем всю имеющуюся здесь информацию и перевезем в более спокойное место. Там вы поможете в ней разобраться. Это невозможно! Отчаянно закрутил головой Ашкинази. Почему? Один не могу, выдавил Ашкинази. Кто работал с вами? Бесстрастный взгляд человека вдруг стал высасывающим. Зрачки льдистых глаз дрогнув расширились. Фамилии, адреса, кто еще знает о них? Кагановы, семья, восемь человек. Живут в соседнем доме, квартиры номер шесть и двадцать один. Не знает никто, я сам договаривался. Ашкиназип понял, что выложил все, сам того не желая. Сглотнул вязкую слюну и добавил упавшим голосом. «Только не убивайте, прошу!» Взгляд человека опять стал прежним, спокойным и равнодушным. Я же сказал, никого убивать не собираемся. Этим людям за работу будет заплачено, за работу и молчание. А я. С вами, Александр Исаакович, нам предстоит долгая и взаимовыгодная работа. Человек убрал со стола пистолет, сунул его в карман пальто. Пойдемте, здесь нам нечего делать. Ашкинази попытался встать, но ухнув от боли, навалился грудью на стол. Живот свело такое судорогой что он склипнул. «Вам плохо?» В голос человека было ровно столько тревоги, сколько требовала ситуация. «Мне… Я очень… Я очень хочу есть!» Ашкинази был готов расплакаться от стыда и беспомощности. «Поймите, просто не могу!» Человек в секунду разглядывал пошедшее красными пятнами лицо Ашкинази, потом щелкнул пальцами подозвал к себе одного из людей в черном. Что-то прошептал на ухо. Тот кивнул, быстро вышел в коридор вернулся, неся на вытянутых руках кастрюльку. Из-под крышки шел одуряющий аромат. Ашкинозит, тяжело дыша, смотрел на поставленную перед ним кастрюльку. Потом, рванув душивший воротник, тихо пискнул, наклонился, зачерпнул полную ложку исходящего паром варева. На несколько долгих минут этот страшный мир, в котором бесшумно возникают из темноты люди в черных одеждах, уверенно и бесстрастно делают свое дело и исчезают, растворившись в породившем их мраке, этот безумный и беспощадный мир перестал для него существовать. Норду. Финансовый центр обнаружен и взят под контроль. Группа СП-2 проводит изъятие документов и снятие информации с компьютера. Помещение подготовлено к пожару. Отход группы планируют через 10 минут объект «Пузырь» и его сотрудники будут доставлены нами на объект «Костёл». Согласие на добровольное сотрудничество от «Пузыря» получено. Печора. Печоре. В составе группы СП-6 выдвинуться в район нахождения объекта «Нора». Обеспечить прикрытие действий Олафа. Разрешаю любые действия. Норд. Глава 56. Сквозь огонь иди за мной когти орла. На даче светились все окна. Максимов распахнул калитку, успел заметить тень, скользнувшую к нему из кустов. Моментально присел, сделал полоборота на опорной ноге, далеко выбросив назад другую. Нападавший этого не ожидал и получил подсечку. Нелепо взмахнул руками и шлюпнулся задом на землю. Максимов кувырком ушел в сторону, выхватил из-за пояса оба ствола. Один навел на все еще сидевшего в нелепой позе человека, и второго был готов выстрелить на любой звук. «Есть кто еще, или я ему башку продырявлю?» – прошептал Максимов, но так, чтобы спрятавшихся в темноте... Прошептал Максимов, но так, чтобы спрятавшиеся в темноте могли слышать. «Назови себя!» – раздался тихий голос слева. Пистолет Максимова сам собой взял цель. «Максим, живу здесь!» – ответил Максимов в любую секунду, готовый сорваться с места. Порядок, нас Гаврилов прислал. Человек вышел на свет. На нем был серый пятнистый бушлат, черные штаны, заправленные в армейские буцы. Мы тебя позже ждали. Если вообще ждали, подумал Максимов, рывком вскочив на ноги. Не сказав ни слова, он пошел к крыльцу через лужайку, ставшую пятнистой, как бушлат незнакомца от нетающих проплешин снега. Случайности исключены. Машины поставили у дальнего края поселка, почти у самого леса. Дальше такой кавалькадой ехать было нельзя, переполошишь всю округу. Белов застегнул липучки на бронежилете, с трудом натянул сверху плащ. Мы готовы. Как не отбрыкивался Белов, а участие в спецназа службы подсидерцева в захвате поставили единственным и необсуждаемым условием. На все попытки Белова договориться со старшим группой, тот упрямо отвечал, что будет делать так, как приказано. А когда приехали на место, вообще перестал обращать на Белова внимание о чем то тихо переговаривался со своими людьми, хлопал их потуго обтянутым камуфляжем спином, и те беззвучно исчезали в темноте. «Мы готовы», – чуть громче повторил Белов. «Не ори», – прохрипел старший группы, – «вижу». Он, не скрывая презрения, кинул взглядом воинства Белова. Зрелище было не для слабонервных. Димке, кто-то из боевиков, скорее всего в шутку, чем для пользы, сунул простую армейскую каску, выщербленную за время долгой службы. И теперь Димка сверкала счастье глазами из-под ее гнутого края, Практичный Барышников успел переодеться в старый ватник и высокие сапоги. Если бы не недовольная мина, вполне бы напоминал дачника, прогуливающегося по лесу. Макаров и Семенов, оба в куцых куртках, сжались к теплому радиатору машины. — И куда ты с ними? — процедил старший. — Дело завалить хочешь? — Не твое дело. Приказ помнишь? — Белов едва сдержался. — Ты берешь дачу, остальное моя забота. — Ей еще взять надо. Старший отвернулся, долго молчал, вглядываясь в притихший поселок. Ушедшие в темноту, наверное, подали какой-то сигнал. Белов не заметил, но старший с облегчённым вздохом повернулся. Всё, обложили. Он подошёл вплотную. Как тебя, Белов, да? Кому подполковник Белов, кому Игорь? Сиди здесь, Игорь. Возьмём дачу, позову. Я должен быть там, отрезал Белов. «Мне не трупы, а задержанные нужны. Без меня в этом накурались эти в полный рост. Меньше ушами надо было хлопать. Арестовал бы ты их раньше где-нибудь в Москве, без шума и пыли, как все нормальные люди делают, не было бы проблем. А то сидите в кабинетах сопли жуете. Не понял. А что тут понимать? Там по нашим данным до шести человек охраны. Дай бог, перепились и спать завалились. А если нет, устроят нам маленький Сталинград, а тут еще ты под ногами путаться будешь. Я вхожу в дом вместе с твоими людьми, твердо сказал Белов. Давно похорон в отделе не было. – зло усмехнулся старший. Белов мысленно досчитал до десяти, немного помогло. Перед ним стоял огромный мужик с грубо вырубленными чертами лица и тяжелым взглядом глубоко посаженный глаз. Широкая грудь, закованная в кевларовую броню. В широкой ладони легко лежит тяжелый шлем капсула. Римский центурион. И мышление наверняка такое же. Во все века был и будет спрос на таких, готовых драться с кем и где угодно. Может с дикими зверями на арене, может с галлами, лишь бы Цезарь отдал приказ. А желание хуже, жажда крови всегда в избытке. Белов понял, матом ничего не добьешься, а выходить на связь с начальством и требовать урезонить этого волкодава, унижать себя. Надо было срочно найти подход к терминатору, так про себя прозвал его Белов. Слушай, Белов стал ближе, почти касаясь богатырской груди старшего. У меня уже один прокол был, второго не простят. Я это дело до конца довести должен. Должен. Считай, что это вопрос чести. Ладно тебе, Игорь. Старший похлопал его по плечу тяжелой ладонью. Не меньше твоего за дело болею. Меня же тоже инструктировали до потери сознания. Не дай бог лопухнемся. Подсидирцев кастрируют без наркоза. Но куда ты со своими лезешь, а? По пуле захотелось. Белов понял, не то. Чужие проблемы никого не волнуют. Мне они живые нужны, пойми ты. Он решил зайти с другой стороны и мокрые от страха. Я влетаю вместе с твоими и колю их до соплей в три секунды. Пока там порохом воняет и кровь на стенах. Да я там немого раскалю. Белов с трудом вздохнул, от волнения сперла в горле. По первым показаниям, прямо сегодня ночью до арестую в городе недостающих клиентов. Всю ночь допросы, утром доклад. Все, дело в шляпе. Складно излагаешь. Старший взял подмышку каску. Вот и приходи, как свистну. Кали там, кого хочешь. Белов едва не влепил вслух, если будет кого. Хорошо, давай на чистоту. Белов не дал старшему повернуться, ухватил за рукав. Мне там нужны двое. Седой старик и крупный, толстый такой мужчина моих лет. Белов выдохнул, как перед прыжком в воду. Короче, толстый ⁇ это мой бывший сослуживец. Десять лет в одном кабинете. Представляешь? Друзьями были. Какого хрена он там оказался, я не знаю. И степень его вины не знаю. Если Кирюху Журавлёва даже шальной пулей, а потом выясню, что он невиновен, я себе вовек не прощу. Короче, мне он живым нужен, понял ты или нет? Понял, не дурак. Старший освободил руку от цепких пальцев Белова. Да, ситуёвина. Так как решим? Белов почувствовал, что выиграл. Значит, один – сухопарой седой, второй – толстяк твоего возраста. Старший как-то вскользь посмотрел на Белова и отвел глаза. То ли это была игра света дальнего фонаря, то ли действительно он подумал о чем-то неприятном, но выражение лица Волкодава заставило Белого насторожиться. Делаем так, сказал старший таким тоном, что стало ясно. Решение принято и обсуждению не подлежит. Первая группа блокирует охрану. В это время вторая за дами пробирается к даче, закрепляется на первом этаже. Третья с разбега штурмует и берет под контроль дачу. За их спинами входишь ты. Старший взял в руки шлем, поиграл на ладони его тяжелой литой мощью. Мое дело обеспечить твоим следакам фронт работы, и я свою работу сделаю. А когда ты там нарисовался, через минуту или через час не моя забота. Во всяком случае, в рапорте я этого указывать не собираюсь. Так и я не собираюсь, с облегчением усмехнулся Белов. Не веселись, Игорек, рано еще. То, что я сказал, расклад для идеального варианта. Это если мы их чисто накроем и трепыхаться они особо не будут. А не дай боже всерьез цепимся. Тут уж извини, никаких гарантий. Мои волкодавы в таком случае натасканы решетить все, что видят. Я понимаю. И еще, не вздумайте доставать стволы. Толку от вас, как от презерватива при этом на взрыве. Предупреждаю, если кто-нибудь из твоих шумнет, а еще хуже выстрелит раньше времени, я лично печень через задницу вырву. Понял? Будем как мыши, обещаю. Белов азартно потер ладони. Спасибо тебе. Кушай на здоровье. Старший опять отвернулся к притихшему поселку. Потянул носом студеный воздух, словно принюхиваясь. Выводи людей, Игорек. Давно готовы. Эх, ма, старший покачал головой. Ну хоть весь табор-то не бери. Ладно, со мной пойдут двое, толстый и молодой. Белов кинул на барышника с Димкой. Уже легче. Старший улыбнулся, снял пристегнутую к плечу рацию и нажал тангенту. Я Ермак. Витязь 1, Витязь 2, Витязь 3, жду доклада. Я Витязь 1, вышел на рубеж. Витязь 2, нахожусь на исходном. Витязь 3, на месте, в адресе тихо, раздалось в рации. Все группы на исходных рубежах, сказал старший вставшему рядом Белову. Витязь 1, сейчас к тебе подойдут пиджаки, трое, прими и посади рядом, как понял. Понял, Ермак, трое. Это мы пиджаки, улыбнулся Белов. А кто вы еще? Старший поморщился. А теперь заткнись, а не мешай. Мне настроиться надо. Он встал, широко расставив ноги, закрыл глаза. Несколько раз сильно втянул перебитым носом воздух, будто принюхивался, и замер. Белов с уделением следил, как мертвец лицо волкодава. Отчетливее проступили жесткие складки. Из-за опущенных век в полутьме оно стало точной копией скульптуры римского воина, некогда виденной Беловым в музее. С Богом! Прошептал старший и водрузил на голову тяжелый шлем. В узкой прорези мелькнули лихорадочно горящие глаза. Потом он опустил черное забрало из пуль непробиваемого стекла и превратился в человека-робота. Машину смерти. «Ну ты действительно терминатор», – хотел подколоть его напоследок бело, Но осекся. Старший сбросил с плеча автомат, передернул затвор и, не оглядываясь, шагнул в темноту. Когти Орла Инга вышла на крыльцо и едва не столкнулась с поднимавшимся по ступенькам Максимовым. «Ой, мамочки!» – она чисто женским жестом схватилась за сердце. «Папочки!» – буркнул Максимов. «Что за бардак тут у вас?» «Не догулял, вот и злой!» – поставила диагноз Инга. Она поймала его за руку, притянув к себе. «Ну и запах! Вы что там, перепились, а потом обливали все углы?» «Вроде того!» «Так, костюмчик вдрызг, куртка чужая!» Инга подняла голову и заглянула ему в лицо. «Хорошо погулял?» «Потом расскажу». Больше всего ему хотелось сейчас лечь, закрыть глаза и немного отдохнуть. «Потом не будет», – она вздохнула, – «а жаль». «Так, что здесь страслось?» Максимов не удержался и крепче прижал ее к себе. Кожаный плащ успел промёрзнуть, на секунду показалось, что обнимает мертвое тело. Он вдохнул запах ее волос и наваждение исчезло. Измаялся, вон какие скулы острые стали, она провела пальцем по его щеке, пристала на цыпочке и зашептала жарко щекоча дыхание муха. «У нас гости». Гаврилов прислал семь урюков с автоматами. Сказал до утра сидеть как мыши. «А у нас тут тихая паника. Полчаса назад что-то в городе произошло». «Что?» – прошептал Максимов. «Какого-то казака с женой в машине взорвали». «Казачка. Директор Русына. Вроде бы как мой босс», – поправил ее Максимов. «Может быть, я не расслышала», Журавлёв репортаж по телевизору увидел. Раскудахтался на весь дом. Потом с Крутовым закрылись в библиотеке. Сейчас, наверное, еще там. А ты куда? Мой контракт окончен, успели попрощаться и слава богу. Она отстранилась. Опустила голову. Береги себя, Максим. Вот и все. Сама говорила, что я всегда убираюсь с объектов до начала крупных неприятностей. А если у нас не крупные неприятности, то я папа римский. Подумал Максимов, проведя ладони по теплой щеке Инги. Он так и не привык к тому, что в ней уживались две противоположности – дневная и ночная. Сейчас, несмотря на сгущавшуюся темноту, перед ним была дневная Инга, спокойная и умиротворенная, как сытая тигрица. «Прощай, Инга». «Нет, Максим, до свидания». В его ладонь лег бумажный шарик. «Будет возможность, позвони». Закрытая радиочастота центра связи СБП РФ. «Витязь-2 вызывает Ермака. На приеме. Что у тебя? Из адреса вышла женщина. Идет к станции. Пропустить. Как понял меня, Витязь. Принял. Пропустить. Ермак, Ермак! За ней еще один. Мужчина. Вышел из адреса. Да, из адреса. Скрытно идет следом. Витязь 2. Не вмешиваться. Что бы ни произошло, понял? Принял Ермак. Не вмешивайся. Неприкасаемое. Инга шла к станции хорошо знакомой дорогой. Человек, вышедший из ворот дачи следом за ней, в поселке был в первый раз, и на этом строился ее расчет. Инга, не меняя темпа, сошла с дорожки и пошла по протоптанной вдоль нее тропинки. Летом местные дачники предпочитали идти к колодцу не по асфальту, а по траве, в чем разница между двумя параллельными путями могли объяснить только измученные городским адом москвичи. В ряду домов, тянувшихся с левой стороны дорожки, не горело ни одного окна. Справа был пустырь с подбирающимся прямо к тропинке прудом. Инга встала у раздвоенной березы, спрятавшись в тень. Человек ускорил шаг. Он слишком далеко отпустил жертву. На покрывшейся белым налетом земле хорошо читались остроносые следы ее сапог. Тропинка вернула от колодца к раздвоенной березе. Последнее, что он успел увидеть, была вынырнувшая из темноты рука. Выстрела он не услышал. Инга ухватила завалившегося назад человека за рукава, толкнула с низкого бережка в черную воду. Дежурившая на станции бригада наружки имела указание за женщинами не следить. Беспрепятственный отход своего агента Салин сделал одним из пунктов соглашения. Подсидирцев вынужден был согласиться. Закрытая радиочастота центра связи СБП РФ. Внимание всем, я Ермак. Десятиминутная готовность. Проехав две станции, она вышла в Одинцове. Не оглядываясь, пошла к мерцавшим разноцветным огонькам высотных домов. Позвонив из таксофона по местному номеру, она вошла в прокуренную кафешку, заказала чашку кофе и 100 грамм коньяка. Пока не увидела в дверях знакомого высокого брюнета в толстой кожаной куртке, разукрашенной нашивками всех армий мира, маленький браунин с глушителем держала под небрежно брошенной на стол меховой шапкой. «Весьма срочно, товарищу Салину В.Н.» Кукушка успешно эвакуирована. Сообщаем, что охрану адреса осуществляет группа высокопрофессиональных боевиков, вооруженных автоматическим оружием. Один из боевиков, препятствовавший отходу кукушки, ею ликвидирован. Кукушка имела контакты с вернувшимся в офис дикарем. Согласно инструкции, передала дикарю наш контактный телефон. Согласно данным радиоперехвата, в поселке действует оперативная группа СБП РФ. Ведется активная подготовка к захвату адреса. Владислав. кухти орла. Не успел Максимов взяться за ручку двери, как за спиной заскрипели ступеньки под тяжелыми буцами. Человек был выше Максимова на голову и намного шире в плечах. Человек сам приоткрыл дверь веранты. Острый луч света упал на их лица. «Хорошо, что я тебя узнал», – сказал человек в пятнистом бушлате. «Могло быть плохо, очень плохо. Ты Сухуми не забыл?» «Нет», Ответил Максимов, вглядываясь в лицо, зарушив истинно черной бородой до самой глазниц. И я не забуду. Ты меня спас, а вспомнить не можешь. Смешно. Там много чего было, Исмаил. Все запоминать голова лопнет. На горбатую улочку, ярко освещенную огнем пожарищ, вырвался БМП. Развернулся с крыжища гусеницами по брусчатке и дал длинную очередь из крупнокалиберного пулемета. Максимов бросился в канаву. Очередь прошла высоко, но ударная волна, взбитая тяжелыми пулями, врезавшимися в горячий воздух, даже на таком расстоянии больно ударила в уши. Он зажал нос, выдохнул, барабанные перепонки щепнул, опять стали ощущать звуки. С заревом движка и треском очереди на перекрестке, он расслышал стон, совсем рядом за спиной. Осторожно перекатился на бок. Прямо посреди улочки лежали трое. Один был мертв, второй, широко разбросав руки, растянулся на спине ногами к БМП. Третий приподнялся на коленях, потянулся за валявшимся рядом автоматом. Пунктирная линия трассеров как ножом разрезала его пополам поперек груди. Лежавший на спине, поймав срикошетившую пулю, дрогнул всем телом, откинул голову и гортанно завыл. Максимов перевел взгляд на рванувшийся по улице БМП. Сзади к нему уже успели пристроиться черные фигурки. Меньше чем за минуту гусеницы переломают всех троих. Раненый даже не успеет застрелиться. Он решил не ждать. Шанс спастись самому сохранялся, стоило лишь улучив момент вскочить и перемахнуть через забор. Спасти раненого было намного сложнее. Единственный шанс если пехота отстанет, не поспевая за БМП, развившим скорость на крутом спуске. Так и вышло. И еще он заметил, что люк водителя открыт. Это выровняло шансы, можно было рисковать. Подпустив БМП на 5 метров, Максимов выстрелил из подствольника, послав гранату по пологой траектории прямо в группу отставших пехоты. Краем глаза отметил, что взрыв разметал в стороны черной фигурки. Ковырком откатился назад, из десантного отделения БМП сразу с двух бортов открыли беспорядочный огонь. Башня, завыв электроприводом, поползла влево. Пулемет выдал длинную очередь, разлетившуюся по широкой дуге. Он опять оглох. Беззвучно, как в страшном кино, на него накатывались перемазанные кровью, застрявшими между траками красными лохмотьями гусеницы БМП. Машина завалилась на один борт, перемалывая левой гусеницей придорожную канаву. Максимов с зубами сорвал чеку, бросил гранату. Она, клацнув по башне, отскочила прямо в раскрытый люк водителя. За три секунды до взрыва он успел перескочить на середину дороги, вцепившись в воротник куртки раненого и рвануть его за собой. Взрыва он не услышал, в ту секунду показалось, что БМП все-таки выровнялся и достал их острым стальным носом. В сознание он пришел от дикой боли. Показалось, что перемолоты все кости. Боясь провалиться в забытье, стиснул зубы и попытался нашарить вокруг себя оружие. Сквозь тягучий звон в ушах расслышал голоса. Мужики матерились привычно и беззлобно, главное, без акцента. Свои! Облегченно выдохнул Максимов и открыл глаза. И сразу же зажмурился. В ярких языках пламени чернел остов БМП. Башня снесло взрывом, и теперь из его нутра, как из жерла, валил удушливый черный дым. Кто-то приподнял его голову, пальцем разжал губы и стал лить в рот жгучую жидкость. Максимов закашлялся и окончательно пришел в себя. Случай трудный, но жить будет, весело произнес тот, кто поил его водкой. А ты, братишка, хлебнёшь? — Мне нельзя, ответил хриплый шепот. Максимов скосил глаза, чтобы увидеть, кому это не хочется выпить после такой переделки. Человек зарос щетиной до самых глаз. Все лицо было перемазано липким месивом. Пыль пополам с кровью. На лице остались живыми только глаза. И они цепко, словно пытаясь выжить в памяти его лицо, смотрели на Максимова. «Ты забыл, а Исмаил добро помнит!» Человек прижал к груди кулак. «Уходи, забирай свои вещи и уходи!» «А Гаврилов что скажет?» Что мне твой Гаврилов? У этого Гаврилова нутро совсем гнилое. Его потроха даже пес есть не станет. Но ты же на него сейчас работаешь или нет? Плевать я на него хотел. Исмаил воин Аллаха. А ты тоже воин, я в сухом и видел. Что нам делить? Бери вещи и уходи, я так решил. Он тебя за это убьет, Исмаил. Эй! Он сверкнул белыми крепкими зубами. Если я скажу, что убью тебя, что ты мне ответишь? Попробуй. Пожал плечами Максимов. Может и получится. Вот и я говорю, пусть попробует. Исмаил хлопнул его по плечу тяжелой ладонью. Иди, дорогой, очень тебя прошу. Не было тебя здесь, я не видел, мои люди не видели. Уходи. Уговорю! кивнул Максимов. Ключи от подвала у тебя, хочу взять оружие. Там открыто. Исмаил скрипнул ступеньками и пошел к старушке. Закрытая радиочастота центра связи СБП РФ. Витязь 2 вызывает Ермак. Я девятка, прием. Витязь 5 вызывает Ермака. Я девятка, прием. На приеме. Со стороны Одинцова в поселок подъезжает машина. Задержи, забери документы и держи до команды. Как понял, Витяс 5. Понял, Ермак, организую. Конец связи. В тире делать было нечего. Максимов скрипнул приоткрытой дверью, но вниз спускаться не стал. Прислушался. Тяжелые шаги Исмаила удалялись к сторожке. Убогий садовый домик после исчезновения Стаса так и остался пустым, как конура без собаки. Закрытая радиочастота центра связи СВП РФ. Ермак, я Витя Стри, вышел на рубеж атаки. Принял. Сторожку на прицел. Если что, гаси мухой. Максимов свернул за угол, прислушался. В поселке, продрогшем от ноябрьской стужи, не было слышно ни звука. Где бы ни разбросал Исмаил своих людей, на этой стороне дома их не было. Он потер озявшие пальцы, поднял голову, присматриваясь к отвесной стене. Под самым козырьком крыши матово светилось окошко комнаты Костика. Резко выдохнув, он вогнал пальцы между досками, подтянулся и пополз вверх, как паук, всем телом сжимая стену. Ухватившись за край крыши одной рукой, правая нога уперлась в угол подоконника, а другая свободно балансировала, не найдя опоры он осторожно постучал в окно. У Кости хватило сообразительности сначала выключить свет и лишь потом поднять жалюзи. «Быстро открывай!» – прошептал Максимов, давясь от натуги словами. Скрипнули распахнутые створки, еще повезло, что открывались вовнутрь, и Максимов, переварясь через подоконник, сполз на пол. Все, парень, уходим!» – выдохнул Максимов, закрыв глаза. «А вдруг я не тот, за кем ты пришел? Костик вернулся к столу, на котором работали все три компьютера. Иди ты нафиг, салага! бессильно выругался Максимов. Только малолетка, готовая за убеждение пойти на костер, мог взять такой псевдоним. За научное убеждение, поправил его не оглядываясь костик. Бля, он еще шутит. Максимов попытался сесть, но ладонь попала на один из листков, разбросанных по всему полу, и он растянулся во весь рост. Полежи, мне нужны две минуты. Через 40 секунд машина закончит просчет шифра. И за полторы минуты я все успею. Костя, тебе через минуту глотку перережут. Максима с трудом сел. Когда же этот день кончится, мать его за ногу? Все, есть шифр, радостно хлопнул в ладоши Костик. Сейчас начнем маленькую компьютерную войну. Как ты работаешь? Звонки же идут через Гавриловский коммутатор, они же все пишут. Ерунда, отмахнулся Костик одной рукой, продолжая набирать что-то на клавиатуре. Собрал блок спутниковой связи и подключился к нашей тарелке, через американские спутники работая. «Кулибин хренов!» – проворчал Максимов. Тут же отозвался Костик, еще быстрее застучав по клавишам. Максимов не успел ничего сказать, дверь распахнулась. Максимов откинулся назад, чтобы быстрее выхватить из-за пояса пистолет, и понял – проиграл. Исмаил уже взял его на прицел. Что-то со свистом пронеслось в воздухе. Исмаил охнул и стал оседать. В широком лбу торчала толстая ручка отвертки. Максимов рванулся вперед, подхватил выпадающую из рук Исмаила винтовку. Толкнул Исмаила плечом, и тело безвольно рухнуло на узкий диван. Он быстро выглянул за дверь. На лестнице, круто уходящей вниз, никого не было. Максимов повернулся к кости, открыл было рот, но тот опять полностью ушел в свой компьютерный мир. Закрытая радиочастота центра связи СВПРФ. Внимание всем! Я Ермак. Трехминутная готовность. Костик оттолкнулся от стола, отъехал назад на стуле с колесиками. «Максим, поздравь меня, я гений!» «Смотря в чем!» – прошептал Максимов, покосившись над завалившегося боком на диван Исмаила. «Нобелевскую премию не обещаю, но два кишлака кровников гарантирую!» «Да я сейчас обчистил кое-кого почти на полтора миллиарда!» «Мне бы твои проблемы, дитя прогресса!» – проворчал Максимов. Ноги Исмаила конвульсивно задергались, тело скрючилось. Потом размякла, кисть безвольно упала на пол. На мизинце блеснул перстень. Максимов присел на корточки и взял его за кисть. Крупные пальцы Исмаила с твёрдыми, как когти зверя, ногтями уже стали безвольными, мертвыми. Перстень был крутого, с двумя ключами на печатке. Вряд ли Исмаил знал истинную ценность перстня, просто привык снимать с мертвых то, что ему уже не понадобится. Максимов перевернул Исмаила, на камуфляжных брюках у того расплылось темное пятно, в нос ударил запах мочи. «Как не живи, а умрешь как скотина», – подумал Максимов. Он давно уже уяснил, что смерть – настоящая, а не киношная, смердящее и тошнотворное дело. Грязь, кровь и гной, скрываемые при жизни, прут наружу, но мёртвые, как известно, сраму не имут. Лежат себе тихо и разлагаются. Если не хочешь стать трупом, надо отбросить привитую мирной жизнью брезгливость. Он вытащил нож из ножен на поясе Исмаила. Клинок был красиво особой, хищной красотой оружия, сработанного истинным мастером. Максимов провел пальцем по ложбинке на лезвие палец стал красным от еще не загустевшей крови. Вот и все, и не надо идти вниз. Жаль, старика. Максимов закусил губу. С трудом снял перстень с пальца Исмаила, протер полой куртки обод перстия изнутри. На матово отсвечивающей металле отчетливо проступили буквы. Старые ключи открывают новые замки, прошептал Максимов и спрятал перстень во внутренний карман куртки. Он прислонился спиной к дверному косяку, взяв под прицел лестницу. Винтовка у Исмаила была отличная. Новая СВД с глушителем. Для ночного боя самый удобный вариант. Закрытая радиочастота центра связи СВПРФ. Я Ермак, всем, повторяю. Вперед идут карандаши пиджакам до моей команды не высовываться. Теперь внимание. Три, два, один, Пошел. Когти орла. Стекла разлетелись в дребезги. Вместе с пронизывающим ветром в комнату ворвались пули. Максимов успел пригнуться и проорать. «Свет, гаси, свет, идиот!» Костик сбил со стола лампу. В темноте Максимов не видел, что он еще сделал, но над столом заплясали голубые всполохи. Потом повалил едкий дым. В окно еще два раза выстрелили. С нижнего этажа во двор ударили длинные очереди. «Костик, уходим!» «Эй, Исмаил!» Через перила перегнулся человек в черной вязаной шапочке. Закинув голову, посмотрел вверх. «Исма... Ах!» На лужайке ухнул взрыв, и даже Максимов не расслышал хлопка, лишь дрогнула от отдачи винтовка. Он краем глаза заметил, что голова пропала, а стену забрызгала красным месивом. В комнате что-то тяжело упало на пол. «Костя, ты цел?» Вместо ответа раздался надсадный кашель. Максимов чертыхнулся сквозь стиснутые зубы и пополз в комнату. «Ермак, я Витязь-2. Все вижу, второй, зацепись и держись. Сейчас подкатим телегу, станет легче. На телеге, мать твою, Витязь-4, живо сюда!» Максимов прижал ладонь к груди заходящегося кашлем Кости. Ладонь сразу стала липкой. «Давай, парень, соберись. Ну, сейчас газ дадут». Он оглянулся через плечо на проем двери. На первом этаже отчаянно огрызались три автомата. Отрывисто грохнул подствольный гранатомет, и через секунду у старушки ухнул взрыв. Костя слабо покачал головой, стёр с губ красную пену. «Нет, Максим, сам», – прошептал он. «Передай нашим». Он вложил в липкую от крови ладонь Максимова трехдюймовую дискету. «Не дури!» – Максимов затряс его за плечи. Костя уткнулся лицом в его плечо. «Огонь! Прошу!» – чуть слышно шепнули губы. Костик задрожал всем телом, охнул и уронил голову. Максимов отщелкнул кнопку на сумке, пристегнутой к ремню. Достал шприц-тюбик с красной головкой, зубами сорвал колпачок и вонзил иглу в шею Костика. Я действовал моментально. На Костик был уже мертв. Ни конвульсий, ни последнего вскрика. Максимов осторожно опустил его безвольно качающуюся голову на пол, достал из сумки серебристую палочку термитной спички, чиркнул о пол, поджёг от ее яркого огня еще три и разбросал по комнате. Термит заревел, вгрызаясь в дерево. Раскаленные до бела стерженьки провалились под пол и через мгновение сухо, как в камине, затрещали разом занявшиеся доски. Закрытая радиочастота центра связи СБП РФ. «Ермак, нас прижали!» «Вижу! Зацепись за сторожку! По команде рывком к дому!» «На телеге! Козлы, что сопли жуете. Огонь по второму этажу из всех стволов! Огонь!» «Первый! Горит на втором этаже! Там есть кто?» «Вроде нет!» «Ну и хрен с ним! Витя спять! Не спи, сука!» «На приеме. «Рысью на станцию! Там должна быть пожарка!» «Принял!» «Витязь-2, хватит морды баловать, а ну дай им пекринчику понюхать!» «Понял, Ермак, понял! Осторожно, ребята, даем газ!» Максим охлопнул об колено и выбросил в окно плоскую круглую коробочку. Темноту за окном разорвала яркая магниевая вспышка. Если снайпер продолжал выцеливать окно, то способность видеть вернется к опалённым к глазам не раньше, чем через 10 минут. Максим сорвал чеку, бросил гранату на пол, а сам, мягко оттолкнувшись, как прыгун с вышки, головой вперед вылетел в окно. Он прокатился по земле, гася удар, замер, когда из окна вырвался сноп огня и оглушительно грохнул взрыв. В ушах так звенело, что он не слышал, как вокруг градом ударили по земле куски битого кирпича. И лишь вздрогнул, когда что-то больно, как злая птица клювом, ткнула под лопатку. Его тащили по земле, но неправильно, непрофессионально, ухватил за воротник куртки как убитого. А он был еще жив. Максимов забросил руку за голову, пытаясь перехватить цепившуюся в воротник руку противника, но пальцы увязли в густой собачьей шерсти. Цель оправдывает средства. Поезд набирал полный ход, вагон покачивало, все чаще и чаще стучали на стыках колеса. Снайпер улыбнулся своим мыслям. Спальный вагон сел и спи призрачный покой в шаге от смерти. Слетим с рейс, большинство умрет так и не проснувшись. А это хорошо. Смерть должна приходить неожиданно. О а последнем мгновении перехода в никуда знает только она и тот, кого она выбирает своим посланником. В дверь постучали. «Да». Снайпер нехотя повернул голову. «Простите, чай будете?» Проводница была симпатичная. «Если бы не усталые складки в уголках губ», про себя отметил снайпер. «Уже положила глаз, еще бы, СВ, отдельное купе, одинокий пассажир, не из плебеев, билет до вены. Маленькие радости за счет родного МПС. Чуть позже, ответил он, сознательно задержав взгляд на ее груди. Ой, смотрите, как горит! Проводница округлила подведенные черным карандашом глаза. Снайпер посмотрел в окно. В черном, как битом небе плясали языки пожара. Дача горит! У знакомых в прошлом году сгорело, бомжи ночевали. Костёр из мебели развели, представляете? С пьяну сами и сгорели. Бывает. Снайпер проводил взглядом яркое свечение. Интересно, а можно кого-то снять? Прямо отсюда, в движении. Он мысленно прикинул расстояние, скорость, поправку на ветер и улыбнулся. Нет, нельзя. Нельзя работать больше одной цели на одном месте. А что вы улыбаетесь? Да так, он повернулся к ней. Оглядел с ног до головы. Люблю поезда, гораздо удобнее самолетов. Человечнее как-то, разве нет? Наверное, часто ездите. В ее глазах теперь было неперекрытое ожидание. Напои людей чаем и приходи. Сразу видно, часто ездите, улыбнулась проводница. Оперативному дежурному ГВД города Москвы. Раненый в результате покушения Георгий Асташвили, умер, не приходя в сознание в приемном отделении института имени Склифосовского приемном отделении из-за действий сопровождающих его лиц и приехавших родственников сложилась крайне опасная ситуация. Прошу дополнительного усиления нарядом СОБРа. Случайности исключены. Белов ворвался в притихший дом следом за второй волной боевиков под Сидерцево. Ребята в бронежилетах и цилиндрических шлемах были похожи на шведских пехотинцев из фильма «Александр Невский», но двигались пароворно, с мягкой кошачьей агрессивностью. Они цепочкой страхуя друг друга пробежали по комнатам первого этажа, лишь раз хлопнул одиночный выстрел добили одного из обороняющихся. На верхнем этаже еще потрескивали доски, но пламя уже сбили, взорвав два мощных пиропатрона. Белов лишь заглянул на второй этаж, встав на нижней ступеньке короткой лестницы. Там, в залитом сизым дымом, коридорчики второго этажа, бродили, опустив тяжелые стальные головы две фигуры. Хода на второй этаж не было, лестница полностью выгорела лишь груда обуглившихся досок в углу. Пойдем, старшуй старшуй!» Кто-то из волкодавов дёрнул его за рукав. «Нашли твоих, почти целые». Белов прошел за ним через просторное помещение, судя по всему, служившее гостиной. Всю дальнюю стену занимали стеллажи с книгами. Побитая пулями, большая часть книг теперь валялась на полу, белее склоченными страницами, как стая белокрылых птиц, разбившихся о землю. Крайний стеллаж был дверью, ведущей в кабинет. Белов вошел и замер на пороге. На столе еще горела лампа. Комнатка была потайна, без окон. Стены с картинами и книги на полках уцелели. Казалось, пронесшийся по дому смертельный ураган обошел стороной этот уголок. Они сидели в креслах напротив друг друга. Крутов свесил голову на грудь, седые пряди закрывали лицо. Можно было подумать, что он спит, убаюканы теплом и неспешной беседой если бы не огромное красное пятно, расползающееся по белой вязаной кофте. Журавлёв высоко, неестественно высоко закинул голову. Рот был широко открыт, будто он беззвучно кричал в закопченный потолок. Белов едва совладал с нахлымышей дурнотой. Ему показалось, что на шее Журавлева есть еще один рот. Он тоже широко до отказа распахнут. «Не мы, ты на нас не греши. Им горло перерезали», – сказал человек за спиной. «Звери, он сплюнул на перепачканный гарью ковер. «Суки, какие же вы все суки!» Белов бессильно осел на пол. «Концы режете вместе с горлом, суки!» Когти орла. Норду. Экстренная связь. Олаф и Бруно в условленное место не вышли. В районе объекта Нора идет интенсивный бой. Под угрозой обнаружения принял решение отвести вверенную мне группу на рубеж ожидания. Печора. Норду. Экстренная связь. Мероприятия, осуществленные Бруно, подтверждаю. Поток финансовых средств, поступивших со счетов известной вам финансовой группы, направляя в комбинацию счетов в лабиринт 3. Валдай. Сначала был ужас. Вокруг только темнота и холод. Холод был мертвящий, пронизывающий насквозь. Он с трудом подавил волну паники, захлестнувшую сознание. А оно уже рисовало тысячи видений, похороненных заживо, замурованных в стенах, брошенных в темные колодцы. Он застонал и попробовал спиной отжать невыносимую тяжесть холодной земли. Бесполезно. Только ладони пронзили ледяные кристаллики боли. Конец! Спокойно, словно не о себе, подумал он, уткнувшись лицом что-то теплое. Это тепло было живым, он отчетливо слышал тугие удары сердца. В нос ударил острый запах собачьей шерсти. Конвой! Господи, конвой!» Словно услышав его немой крик, теплый комок заворочился, подставляя горячий бок. «Мы в подкопе!» Он с трудом протиснул под себя руку, нащупал кожаный бок сумки. Пальцы не слушались, он с трудом заставил их отстегнуть застежку и намертво вцепился в плоскую металлическую таблетку. Это движение отняло последние силы. Он нохнул, вздрогнул всем телом. И вырвавшись из-под контроля сознания рухнуло в ледяную бездну. Воздух, Норду. Принят радиосигнал экстренной связи от Олафа. Место выхода в эфир – объект Нара, Печора. Воздух. Код максимальной срочности сообщения. Передается вне очереди и подлежит немедленному докладу адресату. Воздух. Печоре немедленно задействует вариант прикрытия смерч. Для эвакуации Олафа приказываю использовать любые средства. Уверенную вам группу вывести на рубеж атаки. Разрешаю огневой контакт. Норд. Словно смерч обрушился на разбуженный среди ночи поселок. Через 10 минут после приказа норда жизнь в нем превратилась в дурной сон. На проселке из соседнего леса, светя прожекторами и надсадноревя моторами, вырвались 5 БТРов. Сидевший на броне десант дежурно рассыпался по поселку, оглашая окрестности резкими командами и витиеватым армейским матом. Через 2 минуты первые солдаты вышли к горящей даче. Спецназ натаскины на любую неожиданность, без команды залёв в круговую оборону. Услышав класс затворов, солдаты дали пару коротких очередей по дому. БТРы, выплевывая гарь, рванули на звук выстрелов. Военному, как настоящему мужчине, главное только дать намек, потом удержу не будет. Позвонивший дежурному по части, высокий чин из генштаба намекнул, что особо стесняться с разглублявшими в поселке бандитами не стоит. Только что отстроенные генеральские дачи стоят дороже, чем жизнь этих ублюдков. Командир комендантской роты, поднятой по тревоге, и не собирался ни с кем церемониться, а его еще не проснувшиеся бойцы вообще мало что соображали. Разрешили так разрешили. Пулеметчик, до этого стрелявший только один раз, радостно до отказа вжал гашетку и громыхающий, как отбойный молоток крупнокалиберный пулемет передового БТРа вогнал тяжелые пули в верхние этаж дачи. Только чудом никого не зацепилось рикошетившими пулями и брызнувшими в разные стороны осколками кирпичей. Пули, выпущенные спецназовцами, зацокали по броне БТРов. По людям, прицельно и на поражение, пока решили не бить. Комендантская рота ответила беспорядочными очередями. Старший группой заорал на весь поселок, стараясь перекричать набирающий обороты бой. «Прекратить огонь! Здесь работает служба безопасности президента! Командира, ко мне!» Остальным прекратить огонь!» Добавив семиэтажный мать, он кувырком ушел в сторону. Интуиция не подвела. Кто-то положил очередь как раз в только что оставленное им место. Но после двух трех разрозненных выстрелов пальба стихла. Объяснение старшего группы спецназа с Кумруты произошло на нейтральной территории. У протараненных БТРом ворот. Слов, кроме матерных, было мало, но шума вышло достаточно. Объясниться толком не давали рвущиеся в рукопашную подчиненные. Их то и дело приходилось отгонять пинками от пролома. Комруто с армейской тупостью требовал сдать оружие и выходить по одному. Старший угрожал вырезать всю часть боевитого старлея. Переговоры прервала группа солдат по собственной инициативе, подобравшейся к даче с тыла. Надежно укрывшись за деревьями, они стали поливать дачу длинными очередями. Унимать их пришлось в два голоса – старлею и старшему спецназа. В этой неразберихе на связь вышел Витя с 5, командир группы, блокирующий въезд в посёлок со стороны Одинцова. И там пришлось стрелять. Неизвестные личности бандитского вида на пяти иномарках, оказалось, имели свои интересы в посёлке. Но их помповые ружья ничего не стоили против автоматов и СВД спецназа. Уцелевших быстро вложили носом в землю. Оказалось, некий подмосковный авторитет получил звонок, что конкурирующая братва вот-вот до конца дожжёт его дачу. С Одинцовского поста ГАИ, где на всякий случай оставили наблюдателя, сообщили, что по Можайскому шоссе в поселок следуют сразу две съемочные группы телевизионщиков. Остальные, надо понимать, подтянутся позднее. Старший спецназа обвел помутнейшим взором орущие на разные голоса поселок, чадящую дачу, где опять занялся огонь, БТРы, блокировавшие дорогу, снующих людей с автоматами, и сдернул с ремня рацию. Дежурному по центру ничего объяснять не пришлось. Волна скандала уже докатилась до него, высокопоставленные персоны, населявшие дачу, уже успели поставить на ноги пол Москвы. До подъема по тревоге дивизии Дзержинского не хватало лишь пары звонков. Старший с облегчением выслушал приказ «Рви когти, бросай все на пиджаков, пусть сами расклебывают". и, сорвав маску, вытер спотевшее лицо. С Беловым, засевшим где-то в доме, он даже не попрощался, зато успел отыскать боевитого Старлея, отвезти за БТР и нокаутировать резким ударом в печень. Случайности исключены. Белову машинально перелистнул несколько страниц в пластиковой прозрачной папке. Взял первое, что попалось в руки. Понял, если не заставит себя хоть что-нибудь сделать, свалится в обморок от подступившей дурноты, как студент-практикант на первом выезде на макруху. Веки жгло от выступивших слез. Едкий газ еще не успел выветриться. Стрелочки плясали в глазах, в голове была вязкая пустота. Азарт прошёл, не хотелось ничего. Абсолютно ничего. Хоть ложись и умирай. Белов зябко поёжился. В доме не осталось ни одного целого окна, а промозглый ветер свободно гулял по комнатам. Тошнота подкатила к самому горлу. Он рванул воротник рубашки и тяжело нацально закашлялся. В библиотеку протиснулся Барышников. Крякнул, увидев Кротова и Журавлёва, у обоих уже всю грудь залила липкая красная жижа. Ни себе!» себе! Барышников покачал головой. Что надо? поднял мудный взгляд Белов. Только сострадателей мне тут не хватало. Не видишь, опоздали. Ну, бумажки кое-какие соберем, пальчики. Может, и накопаем что-нибудь. Барышников по хозяйски смотрел комнатку, примериваясь к предстоящему обыску. А их! Белов кивнул на два тела в креслах. Их трупа к делу приобщим. Труп, как говорят американцы, свидетель номер один. Это Кирилл Журавлев. Тот самый Белов кивнул. Барышников пожевал нижнюю губу, чуть наклонил голову, вглядываясь в лицо Журавлева. Ты соберись, Игорь, сказал он тихо. Начальство на связь тебя высвистывало. Уже доложили, суки. Белов шлепнул папкой о стол. Как положено, свет не без добрых людей. Только не наше это начальство. Велели переключиться на закрытый канал СБП и немедленно выйти на связь. Такие дела. Он со значением посмотрел на Белова. Не тяни, Игорь, чему быть, сам знаешь. Где рация? На крыльце, на перилах оставил. Там связь лучше. Барышников быстро оглянулся. В гостиной под ногами оперов скрипели разбитые доски. Уже начиналась адова работа, именуемая сухим термином «неотложные следственные действия» связь лучше и ушей меньше. Закрытая радиочастота центра связи СБП РФ. Белов на связи. Почему до сих пор нет доклада? С кем я говорю? С тем, кто дал тебе волкодавов. Догадался? Да, к докладу пока не готов, еще не разобрался в обстановке. Основное я уже знаю, позволь первым поздравить тебя с успехом. Не понял, Тобой ликвидирована особо опасная группа, присечено преступление в финансовой сфере. Это главное. Я ничего не понял. Еще раз повторяю, поздравляю с успехом. Победителей у нас не судят, а будут желающие, я в обиду не дам. Заканчивай там побыстрее. Через два часа жду у себя с полным отчетом по операции. У вас? Повторите, я не понял. Да, у меня. Вопрос согласован. Все, конец связи. Белов сидел на крыльце, привалившись плечом к перилам, и невидящими глазами смотрел на царящий вокруг дурдом. Отчаянно завывала пожарная машина, пытаясь пробиться между БТРами, заблокировавшими подъезд к даче. Между их остромордыми телами мелькали перепуганные дачники, а возбужденные телевизионщики ослепляли всех прожекторами на телекамерах. Разноголосицу возмущенных голосов пробивали истошные крики очнувшегося Старлея. Он, по собственной инициативе, решил взять объект под охрану, и теперь скликал разбредшихся по поселку бойцов. «Вот значит как. Куратор, Салин. Ловко они меня в темном разыграли. Все учли и все заранее рассчитали. Даже нашу дружбу с Кирюхой и то. А подсидирцев зря хорохрылся. Гусь лапчатый. Победителя не судят. Если не с самого начала с ним в одной команде был, то теперь ему обратной дороги нет. После сегодняшней бойни он у них на крючке. Хорошо и надолго». Уж кто-кто, аккуратор куратор и его очкастый дружок умеют на крючок наживку пожирнее насаживать, а потом дураков за губу подвешивать. Уж я-то знаю. Суки, какие же они все суки. Всю жизнь твоей задницы чужих ежей давят, Белов, всю жизнь. Господи, за что мне такое? Настя, Кирюха, не отмолюсь же. Белов прижался щекой к холодному дереву перил. Закрыл глаза. Из-под век тут же потоком хлынули слезы. Вытирать не стал. Темно, стесняться некого. Умереть бы. Взять и помирить. Потому что как дальше жить, не знаю. Кухти орла. Кто-то сунул Белого под нос удостоверение. Он, не вставая со ступенек, машинально махнул рукой на дом. Там хозяйничал первым пришедший в себя Димка Рожухин. Никто из запрудивших улицу и сновавших по двору дачи не обратил внимания на двух человек предъявивших удостоверение Белову и прошедших за дом к покосившемуся сарайчику. Оттуда раздался собачий рык, мгновенно оборвавшийся. Из темноты, развалившейся между стволами сосен, вынырнули четыре тени и беззвучно перемахнули через колючую проволоку. Воздух. Норду. Олаф обнаружен и эвакуирован. Состояние крайне тяжелое, требуется срочная медицинская помощь. Бруно погиб, труп опознали. Печора. Эпилог. В этом маленьком городке все уже привыкли к человеку со сунувшимся костлявым лицом, каждое утро подолгу гуляющему с огромным лохматым кавказцем. Человек слегка прихрамывал, двигался осторожно и неторопливо, как ходят едва пришедшие в себя после тяжелой болезни. Дойдя до набережной, он садился всегда на одну и ту же скамейку, курил одну сигарету за другой, глядя на замерзшее на несколько километров море. Пес терпеливо ждал, устроившись у его ног, Лежал, положив морду на лапы, лишь время от времени приподнимался и скалил желтые клыки, когда редкие прохожие слишком близко приближались к скамейке. Им было хорошо вдвоем. Они были всегда рядом, но каждый жил собственной жизнью, не мешая другому бередить себя воспоминаниями, глупыми мыслями, не весть откуда лезущими в голову, и строить не менее глупые планы на будущее. В этот день, когда наконец-то разорвало серые тучи и впервые после Нового года выглянуло солнце, Человек достал из кармана тёплой летней куртки свалявшийся бумажный шарик, разгладил на колени. Цифры наполовину стёрлись, но он всё равно разобрал номер. «Конвой, а конвой, ты Ингу помнишь?» – спросил он пса. Тот только вздохнул и прищурил умные янтарные глаза. «Не притворяйся, псина, такое не забывают. Это, брат, как по канату ходить над минным полем, если ты понимаешь, что это такое», Человек потрепал пса по кудлатой голове, а тот подумал, что впервые за это время пальцы человека опять стали жесткими. Хозяин опять стал воином и вожаком. Пёс встрепенулся, сел, нетерпеливо перебрал лапами. Пойдем, зверюга, звякнем в Москву». Сегодня они пошли в другую сторону. С набережной свернули налево, туда, где стояла стекляшка междугородной телефонной станции. Норду, Начинаю свободный поиск. Олов.